Кабак. За барной стойкой сидел блондин, понурив плечи и голову. Весь его вид был потрепанным. Парень очень устал за три дня, проведенных в пути. Он вымотал себя полностью. У него не оставалось сил даже к губам поднести стакан саке, который он заказал час назад. Никто не знал, откуда он, да и кому вообще это надо. Блондин, да и все. Никакой формы шиноби, только черная ветровка с темно-красным символом давно пропавшей деревни из странного дворота, но и об этом никто не знал. Даже протектора нет, значит, он не опасен. Просто путник. Нет, я так больше не могу. Почему все сразу? Почему именно со мной? Неужели я так прогневал небеса? бабули? за что? Ах, забыл. Ты же даже не знала. Шикако. Спасибо за то что сказал мне все сразу на берегу Накана. Мне от этого немного легче. Бабуля не сделала бы этого по своей воле. Ведь даже за такое. Блондин нашел в себе силы и залпом выпил содержимое из стакана. Бармен. Повтори, Наруто запустил пальцы в волосы. Что-то не то, подумал он. Ах, да. Повязки нет. А я и забыл уже. Блондин медленно расплылся в улыбке. Наруто, прекрати. Ты меня заставляешь нервничать. Курама был готов придушить своего джинчурики. Почему я должен прекращать? Первый день у тебя был шок, на второй день у тебя была истерика. Ты крушил все, что попадалось у тебя на пути. Теперь же ты начинаешь рассуждать. Это хуже пытки Мадары, Диман Лис аж передернулся. Лучше истерику закатывай. Так реально сидеть внутри тебя. А ты вылезай, предложил Наруто, опрокидывая в себя очередную порцию саки. Повтори, кивок на стакан. Мне что-нибудь покрепче, рядом сел брюнет в черном плаще. Видимо, на улице был сильный ливень, так как с этого плаща скатывались капли, да и с валов с брюнетом можно было набрать полстакана воды. Прошу, перед парнями поставили пиалы наполненные алкоголем. Два совершенно противоположных по внешности человека синхронно выпили поставленные залпом. Еще, сказал загоревший блондин с голубыми глазами. Двойной? заказал светлолицей и брюнет с аристократическими чертами лица. О! Братан! Ты так на одного моего друга похож! Нарут не контролировал себя и начал приставать к соседу после очередной порции выпитого алкоголя. Ты тоже похож на моего приятеля, ответил парень. Такой же неугомонный был, усмехнулся черноглазый. глазой. Бармен. Мне и моему другу еще в море это напиток с содержанием алкоголя обычно между 20-40%. Готовят его из риса, бататов и пшеницы или сахарной свеклы. Подается, обычно, смешанным с водой, льдом, фруктовым соком или с чаем. Для сравнения, в саке содержание алкоголя не превышает 15%. Парни выпили залпом по чашке предоставленного. Слушай, а расскажи про своего приятеля, попросил голубоглазый. Внешне должен быть похож на тебя, пожал плечами брюнет. Много кричит и хочет стать самым сильным в деревне. А твой друг какой? Примерно такой же, как ты, но я его уже года четыре не видел, точно сказать не могу. Какое совпадение? заплетающимся языком произнес парень в черном плаще. Тьфу, совпадение, поправился он. А еще он ушел из Канохи, блондин опять понурил плечи. Ну и правильно, нечего находиться в этой дыре, буркнул черноглазый. Ты что-то имеешь против Канохи? — удивился блондин. «Да», — кивнул Брюнет, — алкоголь ему развязал язык. «А конкретно что?» «Ненавижу». «Уничтожу». Через зубы прохрипел собеседник юноша с глазами цвета неба. «Слышь ты! Я тебе не позволю!» Узумаки схватил парня за воротник плаща. «Тогда, один на один, кто выиграет, тот и прав, согласен!» «Да! Пошли! На улице была ночь!» Дождь прекратился и луна отражалась в каждой росинке на травах. Ну, начнем. Блондин сложил печати и выкрикнул то, что первое пришло на ум. Айракино дюцу. Перед брюнетом стояла обворожительная блондинка с двумя хвостиками в облачке пара. Ха, у вас там все на сексе джутсу помешаны. Парень не стал тратить озбых усилий, думая, что справится и так. Кучевиси, райкакинка. Он прикоснулся к печатям, находившихся на браслетах на его запястьях. Вызвав оружие, в блонди полетели сюрикены разных форм. Говори Минодиуцу. Вместо Наруто, сюрикены врезались в бревна. А это уже интереснее, подумал Брюнит, скидывая свой плащ. На нем оказалась майка с сеточкой и просторные черные штаны, напоминающие шаровары. Хайбу Сатоши. Парень подбежал к голубоглазому подкинул его в воздух, обхватил ногами и стал падать вниз. «Зря стараешься!» «У!» — выкрикнул первый клон, ударяя брюнета коленом в спину. «За!» Второй удар пришелся по плечу. «М!» Третий удар пришелся в солнечное сплетение. «Ки!» Черный глаз летел вверх в позе звезды. Нарут Риндан. Блондин силой ударил ногой в живот оппоненту, летя с ним вниз к земле. Гендюцо, шарингом в глазах парня стали происходить изменения. Радужка окрасилась в кроваво-красный цвет, а зрачок разделился на три тора и застыл на равном расстоянии друг от друга. Блондин смотрел о за происходящим с непониманием. Он явно что-то забыл, что-то очень важное, но вот что. Он этого не помнил. «Бачан?» — удивился парень, поняв, что на него несется пятая собственная персона. «Умри!» «Предатель!» Удар прошел мимо, Узумаки успел клониться, но волной воздуха его задело сильно. За что? Тут он увидел своего крестного ногамахера. Ты не имеешь права жить. Жаба вытащила свои длинные мечи из за спину и прыгнула в сторону голубоглазого. Да вы что? Охренели что ли? Заорал блондин, отпрыгивая в сторону, но тут же оказался в ловушке. Его связали цепи. Он посмотрел в сторону. Мама. Ты мне не сын. Волосы Кушин разлетались по ветру при огни огненно-красной лавиной. Тайк Йокура Синган. На парня неслись два четвертых, точнее Минато и его клон. Ты не оправдал наши ожидания. До удара оставались секунды. Наруто стоял на коленях на пустой поляне, а перед ним стоял Брюнет. Иллюзии. Слабак, хмыкнул Саски. Скажи мне спасибо, а то так бы остался в Гендюцу, обратился Курама к блондину. Звуковой шум биджу. Наруто покрылся чайкрой лиса, но не такой, который покрывался несколько лет назад, а мягкой, золотистой, ласкающей. Раскрыв рот, Узумаки издал рев, который превратился в огромный выброс чакры, сметающий все на своем пути. Обладатель Шарингана врезался в дерево. С голубоглазого медленно сошел покров хвостатого. Его оппонент поднялся на ноги, вытер тыльной стороной ладони кровь, струйкой катившуюся с разбитой губы и активировал мангикё шарингом. Сусана. За спиной брюнета с аристократическими чертами лица вырос самурай из сиреневой чакры. Гикаросинган. В руке Узумаки появился сначала обычный росинган, а потом он под лунными лучами увеличился, а украсился лиловым цветом. Парень бросился на тень бога, но его заворот ворот остановила лапа Курамы. «Что тебе?» «Подожди», — Курама отделился от парня, приобретая его форму. Тацума Кирасинган. В руке второго блондина появился спиральный шар оранжевого цвета. Теперь можно. Джинчурики Биджу понеслись на врага. Чидарисинбон. От создателей тени Сусына посыпались электрические иглы. Чачакра Прокричали напарники, сливая свои спиральные шары в один общий и кидая его в самурая. Кьюби заслонил с собой Наруто со словами «Прости, дальше сам, и исчез в теле Джинчурики. «Этого не может быть», — прошептал Брюнет. Что-то настойчиво говорило ему, что это. «Нет», — отмел все мысли парень, но колокольчик в голове продолжал звенеть. Рассенгом. В руке у Зумаки появилась голубая сфера из быстро крутящейся чакры. «Чидари!» – выкрикнул черноглазый. Молния распахивала землю, в воздухе повисший бит тысячи птиц, Парни летели друг на друга, смутно чувствуя какую-то диджавадеживую. Вдруг палил сильный ливень, парни подскользнулись и чудом избежали столкновения, их техники оставили огромные воронки в земле. «Я вспомнил, это ты!» Прошептали они вырубились. Утро. На небе не было ни одного облачка. Солнце ярко светило, лаская своими лучами двух парней, которые лежали на поле вчерашнего сражения. Смешно поморщившись, они одновременно открыли глаза и резко сели. «Что вчера было?» «Черт, голова!» Произнесли они одновременно. Обернувшись через плечо, парни увидели друг друга. «Саски!» На лице Бланидина читались радость, удивление, недоверие, печаль и непонимание. «Наруто!» Учиха терялся в ненависти, непонимании и радости, которую не мог сам себе объяснить. «Что ты тут делаешь?» Хором спросили они. Скитаюсь. Вы план мести». Но с тобой все понятно, ты неисправим, улыбнулся Узумаки во все 32 зуба. У меня обоснование есть, а ты-то? Что ты скитаешься-то? У тебя есть деревни, жители которые почитают тебя как героя. Ты же мечтал стать Хакаги. А меня выкинули как ненужного котенка, пожал плечами блондин. Ну как же? Мысленно прокомментировал Курама. Он ведь с самого начала, а точнее, конца войны твердил ему, что теперь старейшина его выгонит, а он. «Рассказывай», — потребовал Учха. «Что тебе рассказывать?» Наруто сосредоточенно рассматривал травинку у ботинка. «Все, властно потребовал Учха. Все не получится, по травинке проползла божья коровка с четырьмя черными точками. Как ты ушел из деревни, это расскажи». «Нет, прости, может быть». В следующий раз Узумаки лег на траву и начал смотреть на облака. А вот это облако на Сакуру похоже. У выругался Брюнет. Сакура, прошептал парень, улыбаясь, но из его глаз катились слезы. Узумаки. Мать твою, прошепел Ичха сквозь зубы, подставляя к горлу голубоглазого катану. Рассказывай, или отправишься к предкам. Давай, произнес Бланьдин одними губами, закрывая глаза. Он был уже готов к встрече с теми, кого ценил больше жизни, и терял одного за другим. Сталь приятно холодила кожу, но... «Идиот!» — Саски отнял катану от шеи друга. «Я тебя никогда не смогу убить!» — тихо сказал он, закрыв глаза. Саски прошептал порожено голубоглазой. «Расскажи!» — в последний раз попросил единственный из клана очха. Он уже был готов к очередному отказу и намеревался прекратить выпытывать информацию у друга, но тот... Ладно, я расскажу тебе. Только прошу, не перебивай. Пайф Наруто. В тот день Сунадзе вызвали к дайме стран огня, но она до этого успела дать мне миссию поймать беглого шина без Сингакури. Она сказала, что я могу взять любых двух напарников. Я не знал, с кем нам придется столкнуться, поэтому взял Сокору как первоклассного медика Исая, как того, на кого мог положиться больше всех в деревне. Если что, я бы их защитил. По крайней мере, я так думал. Все было хорошо, мы все были на позитивной волне, шутили, вспоминали прошлое. Сакура даже сказала, жаль, что Какаши сейчас в стране дождя представляет Канаху, а то, вся наша команда номер семь была бы в сборе. Казалось, что она выкинула тебя из сердца, и вычеркнула из памяти. Мне Чего-то было немного грустно из этого, но с другой стороны. С другой стороны я радовался, что мои шансы увеличились. Сай сказал, что нам с ней хорошо бы было начать встречаться, а потом создать семью. Ведь уже абсолютно все кроме нас и Шикамару разбились на парочке. За это он получил сильный удар по голове, а я засмеялся, представляя, что если бы это сказал ты, то Сакура убила бы меня, а потом начала бы приставать к тебе. Но, видимо, она истолковала все по-своему, за что я тоже получил. Все было хорошо, ничего не предвещало беды, но вот враг. Он был умен, он понимал, что против меня и Кураму ему не выйти победителем, поэтому... Всего как это секунда. Секунда замешательства, и я упал на землю. Никто ничего не понял, а потом... Потом Сакура рванула ко мне. В моей шее был парализующий шип с ядом. Двигаться я не мог, но я и не умер, так как Кураму впитал весь яд в себя сразу и отключился. Сай защищал нас, а Сакура тем временем пыталась вывести яд, который задержался в тканях с помощью Сайкон Чушуцу Нодюцу. Капли яда собирались в ее чакре, а потом выводились из моего организма. Она вычистила почти все, я уже мог говорить, как. Последнее, что сделал Сай перед смертью это была техника нимпа, сумину миши. Он призвал чернильных змей, которым начали душить кукольника, но у того был козырь. Его оппонент использовал черную секретную технику машина, стреляющая один раз. Так вот Сай умер. Сакура, не мешкая, сложила печати, выкрикнув Сакура Фубукину дюцу. Из ее накидки посыпались кунаи, скрытые в лепестках дикой вишни. Несколько кунаев врезались в мужчину, и пока он отвлекался на их вытаскивание, Сакура создала четырех клонов. Я не понимал, что они делают, раскладывая четыре свитка по кругу отбьющихся но когда они прокричали Кикай шашофу джин!», я понял, что это четырехугольный запечатывающий барьер, но отмел эту мысль в сторону «Сакура же не дура, чтобы добровольно лишать себя жизни!». Она ловко разбила марионетку, в которой находился труп Сая. Лучше бы она этого не делала. От Сая осталась куча мяса и голова. Вдруг вспыхнул барьер, ввергая меня в шок, я закричал, что он есть силы, Сакура. Не смей. Я запрещаю, а она лишь повернулась ко мне и произнесла следующее с улыбкой на лице, «Наруто, я уже раз потеряла того человека, которого любила. Я сейчас потеряла того, кто стал мне лучшим другом. Неужели ты хочешь, чтобы я потеряла еще и тебя? Ты для меня стал тем, кем я жила все это время, я тебя люблю не как друга и брата, я тебя люблю больше его. Стань Хакаги, исполни свою мечту. Я всегда буду рядом с тобой, Саски». Моя душа не оставит вас. Женись на. Договорить она не смогла, так как этот кукольник прошит катаны ей легкие, а она лишь прикрыла глаза, продолжая улыбаться. Клоны закрыли барьер и исчезли. Я кричал долго и громко. Мне было плохо. Очень плохо. Вскоре я смог двигать руками и пополз к тому свитку, что остался на этом проклятом месте. Прижав его к себе я отрубился. Когда я подошел к воротам Канухи, меня там уже ждали. Это были старейшины, но Нара отсутствовал. Они поинтересовались, где мои напарники, и я отдавая им свиток, в котором были запечатаны три покойных, рассказал весь бой. Они сказали, что я виноват в этом, поскольку я являлся главой команды. Я не спорил, ведь это я их позвал. Старейшины сказали, что в деревне меня не простят. Я спросил что мне теперь делать, и получил совет добровольно стать Мукининым, отказавшись от жилета Джоунина и протектора Шиноби. Я последовал их совету и побрел туда, куда глаза глядели, хотя я ничего не видел. Вдруг я услышал приятный шум воды, очнувшись, я понял, что стоя в Накана по колено. Что, утопиться решил? Я повернул голову и увидел Шикако. Да даже если так, то что вам до этого? Не спеши так легко прощаться с жизнью. Прости, что сразу тебе не сказал. Митакайду Хамура и Татани Кахару решили выгнать тебя из Канахагакури любой ценой. Я сразу выступил против этого, но они сказали, что и без меня все сделают. Когда пятая вернется, я ей все расскажу. Зачем? Я лишь пожал плечами, сказав, что не вернусь, ушел. Я два дня скитался без сна по странам, мне ничего не надо было. Только, чтобы Курама замолчал, а ты достал своими нотациями. И главное игнорируешь его, а он еще больше заводится. И вот в стране медведи на меня напали. Сколько я шел по стране, не знаю. Единственное, что смогло немного растрясти меня за последние два дня так это небольшой инцидент, недалеко от кабака. Я шел, почти не видя дороги. Словно сквозь Вайта услышал топот ног впереди: Эй, малец! Стой! нужно поговорить. Меня окликнул человек средних лет, с рыжими волосами и бородой. Он был без глаза. Чего вам? Я знал, что они хотят, но мне уже было как-то фиолетово. У тебя же есть деньги? Получив утвердительный кивок, он продолжил, мама тебя не учила, что нужно делиться. Моя мать умерла, когда мне не было дня, в ночь нападения демона лиса на канаху. Меня никто не учил таким вещам. Раньше я бы кинулся на них, узнав их намерения, но война и недавние случаи изменили меня. Навсегда изменили. Тогда мы научим. Взять его, парни. Они побежали на меня. Вдруг, вам не проснулась ненависть? Я не слышал непрерывных нотаций Курамы, криков главаря и звуков вытягивания из ножа оружие. Я просто хотел их уничтожить. Катон, горелка на дюцу. Я выдал огромный луч пламени на конце с головой дракона. Хорошо, что Курама, несмотря на свои нотации, помог, иначе ничего не вышло бы. В ужасе застывшие мошенники наблюдали, как их товарищи, которые повиновались губительному приказу их лидера, спалил живьем. Мы не договаривались с тобой на нападении на Шиноби, да еще такого уровня. Заорал один из его приспешников. Заткнись, сам знаю. Драпаем отсюда. Они разбежались в разные стороны. Я мог использовать клонов и изловить их, но после того, как они отбежали, опять утратил интерес ко всему миру. Я вспомнил нашу первую серьезную миссию, бой с Забузой и Хаку, экзамен на Чунина, миссию в стран чае, наш бой на крыше больницы, потом битву в Долине Завершения. Вспомнил два года, проведенные вместе с Джирай, возвращение и проверку в бою с учителем Какаши, миссию по спасению Гары, стычку с Кокудзу и первый раз использование Росинсюрикена. The End Наруто. Саски все же оборвал его. Одна из моих техник намного лучше, чем Чидари. Не перебивай больше, хорошо. Угу. Я пошел дальше, вспоминая давно забытые маршруты с миссией по охране звезды, и пошел немного знакомый и дорогой. Но начало сказываться на мне отсутствие сна, перемещение без передышки и постоянно угнетающее настроение, так не свойственное для меня. И решил найти подходящее место для отдыха и решения своей судьбы. Я был измучен, когда увидел тот кабак, где мы с тобой встретились. Саски был глубоко поражен рассказом друга. Он понимал, что только эту связь и не мог разрушить, но вот почему. Это оставалось загадкой. И только сейчас Брюнет понял, что мешало ему напасть и разрушить Канаху. Но теперь этого препятствия нет, ему не придется убивать Узумаки, чтобы отомстить деревне, погубившей его брата и клан. Учиха схватил блондина за плечи со спины, и, встряхнув, — спросил Наруто. «Теперь же ты не будешь мешать мне отомстить Канохе?» «Буду». Узумаки закрыл глаза, чтобы не сам свою злость черноглазому. «Почему?» Учиха резко развернул Бландина лицом к себе. «Местью ты ничего не добьешься». Холод в голосе самого позитивного человека в мире Шиноби насторожил бы многих, но только не единственного на данный момент обладателя Шарингана. «Что тебе дало то, что ты уже сделал?» «Наруто!» «Как ты не понимаешь, «Я просто обязан отомстить за Итачи!» Взревел ученик Рачимару. «Разве он тебе так ничего и не объяснил?» Наруто удивленно взглянул на найденного друга. «Объяснил!» Саски вспомнил ту битву с Кабута, когда он узнал, что у Изанаги существует парная техника изнами. «Но я его младший брат!» «И именно поэтому я должен отомстить!» «Только через мой труп, Узумаки ударил Саски в челюсть!» «Слишком громкие слова у обоих!» Вздохнул Курама понимая, что ему определенно понадобится вовремя вылавливать самого непредсказуемого шиноби из гендюцца. Да с радостью. В сердцах выкрикнул Учха и ударил Наруто в ответ в солнечное сплетение. Хих, усмехнулся, поднимаясь парень. И это все. А тебе мало? Ну держись. Саски начал складывать печати, Наруто успел увидеть только печать тигра, и понял, что это будет Катон. Он не ошибся. Катон, Зукоку. Из-за артаучиха вылетел большой шар огня. Наруто резко отскочил в сторону и, сложив необходимые печати, призвал Гамакина и Гамабунту. «Что, неужели что-то серьезное?» Удивился предводитель всех жаб. «Ты нас уже года два не призывал. Заочное спасение канухи. Улыбнулся Узумаки, находясь на голове Гамабунты. «Думаешь, ты один владеешь призывом?» Брюнет сложил печати и призвал вторую версию Манды. Созданную перед Четвертой мировой войной Кабуто, и Кьё Дейджа. Учха, прошипел Манда Без черных колец на фиолетовом теле Не боишься умереть? Я тебя призвал, чтобы ты смог Разобраться с этой жабой Нос, ладно, сегодня тебе Повезло, зашипел змей Сворачиваясь кольцами, готовясь Этим к прыжку Гамакен не стал ждать особого приглашения И сразу же вступил в бой с коричневой змеей В черную крапинку Футан, Гамоэндан Наруто направил свою чакру в голову отца Гамататсу. Из жабьего рта выстрелила сильная струя жабьего масла, и не мешкая, Наруто поджег эту струю, используя Катон, гамма-ундан. Учха, убью, прошипел угрозу у змей, прежде чем исчезнуть. Катон, Гакамекику. Сплошная стена огня полетела на голубоглазого парня и предводителя жаб, уничтожая все на своем пути. Брюнет был сильно расстроен, что одна треть его чакры ушла впустую на призыв этого высокомерного змея, он был даже высокомернее Манды. Футан, гамма типа. Выкрикнул ходячий заряд оптимизма, применяя совместную с гамма бунта технику пули. Поток воды быстро погасил сплошную стену огня. А я от От саски к телу жабьего босса протянулись тонкие лески. Ха-ха, взорвался смехом сильнейший жаб. И он хочет этим меня остановить. Катон, рюка нудюцу По лескам быстро проскользнуло пламя и стало перебираться на тело Гамабунты. Узумаки поспешил спрыгнуть с головы Жабьева-босс. «Прости, Наруто, мне так стыдно», — произнес он перед тем, как исчез. «Теперь мы наравни. Ликовал Учиха. Рантон. Лазерные лучи из молнии быстро направились к Наруто. Парень ничего не успевал сделать, и тогда Курама решил ему помочь. Наруто, создавай Росинган, а потом я скомбинирую ее с огнем. Помнишь, Джира один раз применял эту технику? Катон, Ган Росинган! Выкрикнул Наруто, вспоминая об учителе. Парни закрыл от техники брюнета своим телом Гамакена и исчез на жабью гору. Росинган, скомбинированный с огнем демона Лиса, летел в сторону Учихи. Саски не знал, что ему сделать лучшего, чем отпрыгнуть в сторону, но в этот самый момент под технику великого отшельника в исполнении Джинчирики его биджу угодил Дэйджи. Он думал, что обладатель манги Кью Шарингана не успеет увернуться и исчез. Черт, у меня осталось мало чакры для двух серьезных техник, но огромное ее количество для того, что его не возьмет. Саски начал соображать, что ему делать. Блин, мы так друг друга убьем тут к чертовой бабушке, Наруто не думал, что их бой примет такой оборот. Надо вступить в ближний бой, иначе. Я не смогу потерять еще и его. Остается только Тадюцу, Учиха вступил в ближний бой с Узумаки, что подтвердил лязг скрещенных кунаев. За движениями оппонентов было трудно уследить, так как они двигались с очень высокой скоростью. То там, то тут вспыхивались крат скрещенного оружия а через десятую долю секунды по полю разлетался опаздывающий звук. «Узумаки, почему ты меня все время останавливаешь?» — спросил Саски, нанося другу удар плечом. «Тибайо!» — выругался блондин, пытаясь уйти от атаки, но у него ничего не вышло. Врезавшись в дерево, он подскочил на ноги и понес на обладателя глаз цвета смоли. «Отвечай!» Учиха попытался ударить голубоглазого в челюсть, но тот ловко увернулся. «Ты спрашиваешь, почему?» Да потому, к Нахату, что защищал мой отец и погиб. За эту деревню я готов отдать многое. Узумаки ударил Саски в живот коленом. А ничего, что эта деревня тебя предала так же, как Тачи?» Прохрипел Ичха, стой на четвереньках и отплевывая кровь. Саски, блондин присел на корточки перед ним. То, что меня выгнали эти старики ничего не решает. Я это понял, когда встретил тебя. Ну, когда понял, что это ты, поправился он. Знаешь, я им благодарен за это, парень улыбнулся и положил свою руку на плечо Учиха. Наруто. Саски схватил парня с нескончаемым зарядом оптимизма чуть выше локтя, пользуясь неожиданностью, опрокинул Узумаки на спину, используя вес того против него самого. Ты не понимаешь. Итачи, он. Он страдал из-за того, что они заставили сделать. Он заставлял страдать меня, из-за этого страдал вдвойне. Из глаз брюнета выкатились одинокие слезы горечи и утраты. Он умер, окруженный ложью. Он так и не сказал всего, что хотел. Он не произнес этого даже во время того боя с Кабута. На лице брюнета появилась горькая улыбка. Не ухмылка, наполненная чувством превосходства или презрения, а улыбка, которая была переполнена болью. Она сама являлась болью криком искалеченной братской души, печальным стоном братской любви. Ты не прав. Джинчи скинул с себя учиху. Оба незамедлительно подскочили. И Тачи все это делал для тебя. Узумаки применил технику Майтагая, ударив брюнета в плечо ногой с вертушки настолько сильно и быстро, что создалась вспышка молнии, а Саски отлетел к дереву. Ты не прав, Наруто стоял над другом. В чем я не прав? Учиха с усмешкой посмотрел на того, кто стал ему как брат. Итачи сделал свой выбор сам. Он любил Канаху больше клана, но тебя он любил больше Канохи, поэтому и не смог убить. И это что-то доказывает? Да. Дебил. Это доказывает то, что тебе незачем уничтожать лист. Не выдержал Наруто и ударил со всей силы в ствол дерева рядом с головой черноволосого. Почему? Саски прищурил свои глаза. Он так хотел, это был последний аргумент у Зумуки. «Я знаю», — тихо прошептал Учха. «Тогда почему?» «Не знаю». «Тогда». «Тогда прекращай это», — блондин положил руку на плечо друга. «Наруто, спасибо», — очень тихо произнес Брюнет, обнимая Глубоглазого. «Теперь все будет хорошо», поверь", — Поверь, Узумаки похлопал друга по спине. Ай! Осторожнее, больно же, Саски слегка толкнулся на четвертого в грудь. Твою мать! Взревел тот, складываясь пополам. Прости! Ничего, в расчете, через силу улыбнулся Узумуки. Вечер. В та же поляна. Лежа на траве и наблюдая закат, парни не знали, что сказать друг другу. Да и нужны ли эти слова тем, кто высказал все в течение дня во время хорошего поединка. Оба были довольны и ни о чем не думали. Им было хорошо и приятно молчать. Им было о чем помолчать. Солнце медленно скрывалось за горизонтом, окрашивая облака в ярко-розовые, нежно-сиреневые, темно-фиолетовые и оттенки. Ветер гулял в листве деревьев, в высокой траве и в волосах парней. Вдруг у Зумаки пришла в голову гениальная по его представлениям идея, и он поспешил поделиться ею Сучха. «Саски, я тут подумал». Начал он. «Ты подумал?» Перебил Черноглазый заливаясь смехом и тут же корчась от боли. Ушибы на ребрах давали о себе знать при резких вдохах и выдохах. Не перебивай, Наруто слегка ударил его в плечо. Аккуратней, поморщился парень, удар пришелся на синяк от вертушки блондина. Прости, нежно, только так, как умеет он, улыбнулся голубоглазый. Да ладно. Что ты там подумал? С сарказмом спросил сын последнего шефа полиции Канохи. А... Так это, Наруто забавно поморщился, а затем расплылся в широкой доброй улыбке. Давай восстановим из Шлагакури. Страна снега. Четыре дня спустя. Саски и Наруто направлялись в страну водоворота, но невероятным образом сбились с пути и заплутали в маленькую и мирную страну, где вечно царит зима. Усрытан Качи. Это все ты виноват. Все он знает, все он знает. Тьфу, нашел идиота на свою голову, ругался у хуже уже три часа подряд. Заткнись! Не выдержал Узумуки и кинул в лицо брюнет и снежок, остынь немного. Наруто! Саски был в бешенстве, он повалил друга в сугроб и начал ржать. Ну и что ты какой не смеешься? Между прочим, тебайо, ты сам виноват. Блондин скрестил руки на груди. Да ладно! Удивился черноглазый и снова получил снежком в лицо. Узумуки! Говорю же, сам виноват, повторил Джин -чурики. Мог сразу взять правильное направление маршрута и вести меня. Пень. Заткнись. Саски стал закидывать друга снегом. Пни и так молчат, улыбался блондин, отплевывая снежные комья и забрасывая друга в ответ. Детство в жопе заиграло, пробубнил Курама. Что у одного ребенка, что у другого. Курама. Еще и ты. Возмутился парень. А что я? Искренне удивился Кьюбии, еле ли пытаясь скрыть приступ смеха. «Наруто, ты ведь уверен в своей идее?» Спросил Брюнет, смотря на хмурое небо и падающий с небес снег. «Конечно, Саски». Голубоглазый лежал на спине и делал ангела на снегу, двигая руками и ногами в стороны. Тогда я спокоен. Учиха посмотрел на друга и улыбнулся. «Знаешь, я рад, что ты сейчас со мной. Почему?» Наруто перевел свой взгляд на друга. Я тебя люблю почти так же, как и Тачи, продолжал улыбаться парень с черными глазами. У меня нет родных, мне не суждено сравнивать, но я тоже тебя люблю. Ты мне как брат, улыбнулся Наруто, но вот его улыбка исчезла. Сакура тебя любила, а я за это ненавидел, ведь я ее очень сильно любил. Да и сейчас я ее люблю. Но ты стал мне очень хорошим товарищем и другом. Я никогда не верил, что ты смог предать нас всех. Прекрати, попросил Учха и, поднявшись, и подал руку другу. Нам еще кланы восстанавливать, ну, и твою деревню на ноги ставить. Учха, улыбнулся Наруто, подымаясь с его помощью, знаешь, договорить ему помешал женский крик, донесшийся до друзей. Узумаки пулей рванул туда, забыв обо всем. Камисама дай мне терпение на все его выходки, иначе прихлопну как-нибудь, взмолился черный глаза, возводя глаза к небу, а затем так же рванул за другом. Парни пришли вовремя. На замерзшем озере один мужчина держал за волосы шатинку с карими глазами, а двое других пытались поймать девушку в кимоно, которая была подбита мехом. «Стой, зараза!» Иначе я ей глотку перережу, мужчина приставил к горлу девушки карманный нож, Такары сокровища, за меня не переживай, беги, улыбнулась девушка в серой куртке и обычных штанах шиноби. Юмика дитя стрел. Нет. Не говори так. Сколько лет мы друг друга вытаскивали из передряг, а теперь... Парни, отпустите девушку, громко произнес Наруто, выходя на центр озера. Дебил, тихо прошептал Саске, накрыв лицо ладонью. А ты вообще кто? Спросил все тот же мужик, видимо. Он был главарем. Я Наруто Узумуки! Выпрял блондин, вставая в свою любимую позу. Мужчины заржали, а потом тот, кто был ближе всех к парню, заорал, Докажи! И понесся на парня с катаной. Наруто не успел увернуться полностью, катана вошла ему в плечо. А! -а". Взвыл Узумуки! Курама, ты что там дрыхнешь?! выругался он. Что? спросил Лиз, потягиваясь, но так и не получил ответа. Наруто, с тобой все в порядке? Саски стоял около друга и вытирал свою катану от крови. Да, но зачем же было убивать? Я уже четыре дня не видел кровь, ты что-то еще хочешь спросить? Как-то нехорошо улыбнулся Учиха и кинулся на противников. Их враги от этой фразы побледнели, но все же решили вступить в бой с брюнетом. Суетан, Ханарью! крикнул тот. Что держал девушку, из его руки вылетела довольно сильная струя воды, но очхо лишь вернулся от нее. Декигакури рюми зокери Его товарищ создал меч из воды и понесся на саски. Он пытался нанести ему сверху секущий удар по лицу, но Учха умело его блокировал и сразу же нанес подсечку, но рожеволосый подпрыгнул вверх. На наисоколющий удар, тот закричал, это тебя заокера. Саски посмотрел парню в глаза, активируя манги к Рыжеволосый упал на колени перед Саски и сам же себе перерезал шею. карта испугалась и закричала, но ее подруга подлетела к ней, обняв за плечи, стала поглаживать по волосам, приговаривая, что все будет хорошо. «Наруто, как ты думаешь, этого убивать медленно или быстро?» Нарочно не замечая перепуганного на смерть мужчину спросил черноглазый. «Яйца ему отрежь», — прошептала Мика, прекрасно понимая, что ее все равно не услышат. «Не надо. Пощадите!» — упал на колени мужчина, кланяясь Чиха, словно богу. «Бесит меня такие!» — Саски сплюнул на снег в сторону трусливого мышонка. «А матерасу!» — черное пламя спалило мужчину дотла. И только тогда Учиха закрыл свой глаз, тем самым гася пламя. «Спасибо», — поблагодарила девушка в серой куртке. «Сын, спасибо не будешь», — ухмыльнулся Саски это он так шутит, улыбнулся Наруто девушкам. Забрал себе все лавры славы. Ну, был бы ты умнее, не подставился под такой удар, пожал плечами Саски, присаживаясь на корточки перед другом и осматривая его рану. Жить будешь, но никаких драк дня четыре. Ты смеешься. Курама за сутки справляется и совсем, улыбнулся блондин. Извините, робко прервала диалог парня и девушка в кимону смехом. Тут недалеко есть домик, я смогу оказать вам помощь, я владею медицинским дюцсо. Она опустила свои янтарные глаза вниз, разглядывая свои ботинки. Спасибо, веди, улыбнулся голубоглазый, вставая на ноги. Заброшенный домик. Изнутри домишку был более аккуратным, чем снаружи. Комнатка была одна, да и та маленькая и темная. Наруто здесь не очень нравилось, ему лучше было бы быть на улице под открытым небом но там было дюже холодно, а холод он любил меньше таких невзрачных помещений. «А как вас зовут?» — поинтересовалась Шатенко с карими глазами. «Меня?» — блондин широко улыбнулся, Наруто Узумаки, а вот этого ворчуна и ловеласа, не ценившего одну. «Заткнись, ее уже нет, зачем вырошить прошлое?» Саски сел на пол и прислонился к стене, кладя катану возле себя. «Его ослом звать можно?» — буркнул, обидевшись Наруто. У Саракантыча, не выводи. Тебе пока нельзя тревожить руку, а значит, мне придется сдерживаться. Ухмыльнулся Брюнет. Так ты мне все равно проиграешь, оттаил тайлузумки. Посмотрим, улыбнулся Брюнет. Так как его звать-то? Снова поинтересовалась Юмика. Ослом? А это тебя не должно волновать, Калуша едко улыбнулся Учха, отвечая животным на животное. Но Шатенка его не поняла. Что? «Тебе что-то не нравится в моем внешнем виде?» Прорала она ему в лицо. «Юмика, успокойся, этот молодой человек не про твой внешний вид говорил». Такара слегка сжала руку подруги и застенчиво посмотрела на блондина. «Наруто-сан, снимите, пожалуйста, куртку, чтобы я могла обработать вашу рану». А? «Да пожалуйста», — Узумаки стянул с себя верхнюю одежду, немного покривив лицом от боли. «А этого человека не надо так величать, да, Саски, Лечись давай, ухмыльнулся он, призывая маленькую змейку. Разведая обстановку, отдал он приказ и змей уползла на улицу. А расскажите о себе, попросил Наруто. Что именно? Спросила девушка с светлорусыми волосами. Ну? Откуда вы? Задал вопрос Узумаки. Ну, мы ушли из Юки Гакури, ответила Юмика. Дальше. Почему? Полюбопытствовал Лучха. Мы не согласны с новым законом, начал Такара, не отрываясь от раны Наруто, утвержденным новым дайми страны. С каким? У Саски проснулся интерес, что бывает крайне редко. Наш глава деревни на свое усмотрение совершенствует кланы, отдавая женщины из одного клана другому как вещь. Мы не имеем права ничего делать, только рожать. Мы должны безропотно подчиняться тому, в чье распоряжение мы попадаем. С таким поворотом событий мы не согласны, ответила Юмика, поправляя свои длинные распущенные волосы. И как давно этот закон действует? Продолжал свой допрос Учиха. Семь месяцев. Когда мы узнали, что нас тоже хотят отдать в распоряжение сорокалетних стариков, которых мы всю жизнь ненавидим. Юмика стала сжимать свой пояс, на котором висела сумка с оружием и несколькими свитками. Только хина слэш нару слэш саку слэш сасу не надо, попросил Брюнет, вспоминая то, что было в Канухе. Саски, хватит, Наруто оперся о стену. Прости, Забыл. О себе расскажите. Что конкретно? Юмика как-то странно посмотрела на черноглазого. Параметры. Ухмыльнулся он. Рост метр шестьдесят, восемьдесят четыре, пятьдесят пять, восемьдесят семь. Вес. Как итальяне. Спокойно ответила девушка. Ей было скучно, а это реальный шанс занять себя хоть чем-то. Характер. Спокойная и рассудительная, но не переношу критику по поводу внешнего вида. Ах да, часто не понимаю людей. Все. Да, кивнул Саски, а я с подругой как? Ну. Рост 165, а так все как и умика, покраснела девушка, поглядывая украдкой на мышцы узумуки. Настойчиво в своих целях, всегда иду к ним любой ценой. Мало чего боюсь. Нет, только одно боюсь, но об этом никто не должен знать. Готова открыть свою душу каждому, часто улыбаюсь, девушка с янтарными глазами поспешила это продемонстрировать. Постоянно поправила подругу Шатенко. А еще очень чувствительно к любым отношениям между женщинами и мужчинами, продолжала вгонять подругу в краску Юмика. Да. Женская дружба, протянул Наруто, открыв глаза и осмотрев собравшихся в помещение, но темнота комнаты на него действовала угнетающе, поэтому он снова закрыл их. Такара опять начала украдкой кидать на тело Узумаки взгляды из-под ресниц, а блондин как бы этого не замечал. Саски ухмыльнулся, он часто замечал раньше на себе такие взгляды и, не теряя времени, пользовался возможностями. Наруто с закрытыми глазами наслаждался теплом зеленоватой чакры, вдруг он вспомнил, как его так же лечила Сакура. Ее образ предстал перед его глазами. Она нежно ему улыбается и пытается вывести яд из шеи, она ему шепчет одними губами, что все будет хорошо, не зная, что это ее последние минуты жизни. Зеленые глаза наполнены заботой и спокойным счастьем, будто она нашла наконец-то, что все это время искала. Скупая мужская слеза катится по скуле. «Наруто, что с тобой?» Юмика заметила капельку на щеке блондина. «Ничего», — отмахнулся он. «У ее уже не вернуть. Сакура мертва». Смирись, Саске все это надоело и он еще раз убедился, что правильно поступил, отрезав от себя их всех еще тогда. Дать тебе я, тебе не понять. Это ведь она тебя любила, а ты считал ее помехой. Заткнись, иначе я тебя никогда не признаю главой зашла Что? Это же деревня давным-давно разрушена. Удивилась Такара, заканчивая лечение. Вам не течет кровь тех, кто в ней жил, и я хочу ее восстановить. «Я, Узумуки Наруто, сделаю это!» «А можно мы будем с вами?» Спросила Имика. Через окно был виден начавшийся снегопад. Страна водоворота. Неделю спустя. Наруто и Саски стояли перед дайми страны водоворота. В зале, куда их провели, было очень просторное светло, в большие окна светило солнце, а на стенах плясали языки пламени и воды, контролируемые десятком искусных шиноби. «Узумуки Наруто, зачем вы пожаловали ко мне?» поинтересовался пухленький правитель страны. «Мы хотим восстановить деревню моего клана», — заявил, улыбаясь при этом, блондин. «Мы просим у вас разрешения на это дело», — холодно продолжил Брюнет. «А вы, как мне доложили, учих Саски?» Дайми заулыбался еще шире. «Да», — кивнул черный глазой. «А кто из вас главнее? Вы уже распределили роли?» — поинтересовался упитанный мужчина. «Мы? Вы издеваетесь?» Чтобы и этот был выше меня по положению Завопил голубоглазый Да никогда Вот, видите, этому ребенку лучше дать бумажки в руки, чтобы он успокоился, а то Мне жаль тех, кто будет его противником в бою, улыбнулся Учиха. Хотя тех, кого в бою повстречаю я, мне еще жаль чем да, мне был рад тому, что его страна будет под защитой Шиноби Но пока этого не показывал Ему было необходимо заставить их помучиться и принести ему клятву верности. Он много чего знал о единственных двух Узумке, которые жили за пределами этой страны, и Абычха тоже много знал. Саски он побаивался, хотя и не поддавал вида. Наруто ему понравился сразу, этот оптимизм и жизнелюбие заставили его поверить, что в жизни есть много чего интересного. Хм, Наруто, не могли бы вы рассказать, кто с вами готов восстанавливать деревню? И еще я знаю, что есть еще одна узумаки, а на случай не с вами. С нами, с нами, закивал блондин. Она встретилась нам в стране звезды, а потом еще и Джува Сугит Улыбался Наруто. Лучше бы мы ее не заметили тогда, прошептал Учха, вспоминая тот роковой момент. Флешбэк. Солнца в этот день совершенно не было, что радовало Саске, но безумно огорчало Наруто, Блондин никак не хотел мириться с тем, что на первый же день их совместного путешествия, природа решила покапризничать. Он что-то ворчал у Чиха, но тот его не слышал. Ему было все равно, но вдруг. Он увидел ее. «Наруто, пошли отсюда», — тихо попросил он, но было поздно. «Саски!» «Наруто!» — вопила красноволосая девушка в очках. «Я знала, что найду вас!» Карин побежала к парням. Привет, весело улыбнулся Узумаки. А что ты тут делаешь? Да, когда я узнала, что тебя из деревни пырнули, я так и заявила всем, что раз глава клана Узумаки ушел из Канухи, то меня больше там ничего не держит. Кстати, а почему ты ушел? Где эта дура? Ой, прости, Сакура, сразу же поправилась девушка, думая, что Наруто снова начнет сердиться, что она обзывает его любимую. Ее больше нет, горько улыбнулся он. А это кто? Она только что заметила двух девушек. А... Знакомься, Карин, это Такара и Юмика, они с нами. Наруто попытался улыбнуться, но это у него плохо получилось. Мда. А это думала, что Саски фигуристы нравятся, зацокала Карин, осмотрев своих возможных соперниц. Что ты сказала? Негативная аура Юмика накрыла Узумики с головой. Опана, Харна номер два. Рассмеялась она. Карин, ты неисправима!» — захохотал блондин. Девочки, не обижайтесь на нее, она еще культурная и скромная представительница нашего клана. Стоп, вас же всего двое, вставил свое слово Учиха, Ошибаешься, нас много хитро улыбнулся Узумаки и создал горем прекрасных блондинок. Юмика и Карин ни с того ни с сего завелись с половины оборота и начали уничтожать клонов одного за другим. Не, ну вы что? — обиженно проворчал голубоглазый, потирая шишку, поставленную Карен. «Ничего, ничего было соблазнять Саске. Кстати, сказала же, что ты...» Она кивнула на шатинку с карими глазами, на Харуна похоже. «Чувство, весело будет». «Ладно, куда мы?» — Возуши улыбнулся Узумуки. «Что? Ты псих?» — возмутилась девушка. Нет, Саски одобрил идею, Наруто знал, как управлять этой бестией. Ну тогда ладно. Два часа спустя. Девушки уже успели между собой подружиться и плавно перешли на обсуждение идеальных парней своей мечты, как перед ними опустился кубик и Так, и кого это я тут вижу? Поинтересовался блондин с акульями зубами, наслаждаясь визгом светлоруса девушки, испуганным выражением лица шатенки и криком старой знакомой. Сугицу. Я тебя убью. Разве можно так приветствовать хороших знакомых? Девушка схватила его за края рубашки и встряхнула. Истеричка, успокойся! хмыкнул блондин с голубым отливом волос. Как я посмотрю, ты за Саски все бегаешь. Он медленно провел по ее щеке и подбородку. Руки убери. Она попыталась ударить его, но он перехватил ее руку. Ну, я жду ответа. Слушай, забирай ее и уматывай, попросила Чиха, пересиливая себя. Кстати, аджува, где? я тут, из тени деревьев вышел тот, благодаря кому Арчимару смог создать проклятую метку. Рад тебя видеть, улыбнулся он. Приступы не мучают. Ухмыльнулся Брюнет. Да бывает. Уклончиво ответил мужчина. Я буду следовать за тобой. Такара, прошептала подруге на ухо Юмика. Ты не думаешь, что мы зря пошли с ними? Не знаю, так же тихо ответила девушка. Эй! Что за настрой, Удивился Узумуки. Все мы теперь в одной лодке, и чем нас больше, тем легче. А ты типа главный? поинтересовался Худзуки. Ну, можно я так сказать. Вы идете. Саски крикнул это, находясь уже на приличном расстоянии от группы. Ему крайне не нравилось то, что именно эта троица будет его раздражать все время больше, чем Узумуки. Заемт флешбэк А кто еще к вам присоединился? ими было все сложнее и сложнее не поддаться соблазну и согласиться просто так. Ивана, Ямами, Мурасами, Кирисами, Хисами, Марина и Дати, Райджин и Фуджин, Юмика и Такара все Нинукинины, которые разными образами прибились к нам, все еще улыбался Наруто. Да. Насыщенная неделька оказалась, тихо пробубнила чиха. Череда флешбеков. В стране водопада было хорошо и красиво, Узумаки решил навестить своего друга, Шибуки. Он говорил, что таки Гакури окажет им поддержку, и оказался прав. Шибуки внимательно выслушал своего спасителя и согласился помочь, одолжив ему нескольких заключенных. Наруто согласился, его провели в тюрьму Тики Гакури. Это помещение мало чем отличалось от огромного подвала с решетками и кандалами, поглощающими чакру. Всего было заполнено три камеры. В одной из них, он увидел кого-то знакомого, но не понял, кого именно смотри, это тот сопляк, из-за которого мы тут гнием, толкнула приятеля в бок женщина с черными глазами и спутанными длинными волосами. Ивана, заткнись. Я не верю тебе, ответил тот, кто получил толчок в ребра. Ямами, я тебе говорю, что это он. С ним тогда еще был этот. Блин. Как его. Учха. Восторженно вспомнила она. Что? Мужчина с татуировками в виде пар красных дуг под глазами смотрел на решетку, Узумки? – спросил он. Да, кивнул парень. Поглумиться пришел? Оскалился ямами. Нет. Вытащить вас отсюда. Что? Удивилась женщина, подлетая к единственной преграде между ней и блондином. Вы признаете меня главным, подчиняться будете беспрекословно, тогда вас двоих выпускают отсюда. А если я тебя захочу обмануть? Прищурилась Ивана не получится, из груди Узумаки показалась голова Девятихвостого. Он меня победил, заставил привязаться к нему всех хвостатых, так что... Я согласна, и он тоже. Женщина встала на колени. Вытащи нас отсюда. Встань. Я не приветствую такого подчинения. Шибуки. Я их забираю. Крикнул он. Смотри, под твою ответственность, произнес мужчина с длинными каштановыми волосами, открывая дверь. В стране травы творилось что-то неладное. Бамбуковые рощи дымились, все животные пытались убежать, но не могли этого сделать. «Что там происходит?» Спросила Юмика, проходящую мимо женщины. «Отлов животных, пожалуй, плечами. И никто ничего не предпринимает?» Удивилась Такара. «У нас нет Шиноби», — грустно вздохнула женщина. «Наруто!» «Подождите, мы сейчас!» Крикнула Юмика и побежала вслед за подругой дуры!» — выругался блондин и исчез в белой дымке. «Что это было?» — пораженно спросила Чиха. «Немного измененная техника четвертого Хакаги», — пояснила Карен. «Наруто появился в белой дымке за девушками, когда они только прибежали к месту ловли животных». «Суетан, суерно дюцу!» — проговорил пепельно волосый мужчина с зеленой полосой на полу лица, ловя косулю с золотыми копытами в водяную тюрьму. «Молодец, Мурасами!» Улыбнулась женщина с русыми волосами. Хисами, ты вообще ничего не делаешь, так что молчи, проговорил Шатен с такой же маской на лице, как и кукаши. Что? Кирисами, ты вообще офигел! Я думаю, как нам прожить. Женщина пихнула напарника в плечо. Что стоишь, как будто привидение увидел? спросила она, поправляясь полшую накидку на плечах. Посмотри, закаясь, он указал пальцем в сторону пришедших. Женщина оглянулась и рассмеялась. Ты этих девочек испугался? Отойдя, спросила она. Мужчина ничего не ответил, и он лишь качал головой. Видимо, он меня испугался, и подал голос Наруто. Ты. Женщина была шокирована, она не понимала, что герой войны делает здесь. Да, я, улыбнулся блондин. Зверюшку отпустите, а... Да, да, Мурасами прервал технику и косуля стримглав помчалась туда, где спрятались ее сородичи. Неужели Канаха настолько заботится о фауне этой страны? Усмехнулась Хисами. Нет, я ушел из листа, спокойно ответил Узумаки, но в тюрьму вас троих засуну. Нукинин упекает за решетку Нукининов. Это что-то новенькое будет, все еще улыбалась самая умная женщина из своей родной деревни. Может договоримся, она как будто случайно сбросила с себя накидку, оставаясь в короткой юбке и топе. «Даже, если ты очень хорошо сохранилась, это не значит, что я клюну на старуху», — улыбнулся голубоглазый. «Предлагаю другое». Он выдержал паузу. «Идите за мной и выполняйте мои указания. А если я не захочу?» — спросил мужчина в маске. «Курама», — попросил Наруто. Лапа лиса схватила кирисами. «Согласен. Согласен», Насмерть перепугался парень. В стране рисовых полей все крестьяне стонали от постигшей их беды. Наруто решил им помочь и стал расспрашивать, что да как случилось. Оказалось, что два брата-близнеца поедают все, что видят на своем пути. В стране практически ничего не осталось, ей грозил страшный голод. Узумаки пообещал помочь и направился туда, где их видели последний раз. Прийдя в нужное место он увидел Фуджина и Райджина выпадающими не созревшие колосья ячменя. «Парни! Что вы тут делаете?» «В тюрьме скоро обед!» — напомнил Узумуки. «О! Наруто, привет!» — улыбнулся близнец с бородой. «Нам с Райджином старейшины сказали, что обеды в тюрьме окончены. И они нас отправили есть сюда!» «Ага, они сказали, чтобы мы не возвращались!» — кивнул, улыбаясь, как китайский болванчик, мужчина с хвостом предложим то, от чего они отказаться не смогут», — посоветовал Курама. «И что же это?» Дебил, лис хлопнул лапой по лбу и провел вниз по мордочке, оттягивая шкуру вниз. «Скажи, что будешь их кормить лучше, чем в тюрьме. Парни, пошли со мной, я вас раменом кормить буду». Наруто завел руку за голову и широко улыбнулся. «Братюнь, он нас покормит». Обрадованно сообщили они друг другу. У границы страны водоворота, Наруто. Донесся до веселой, успевшую подружиться компании чей-то голос. Все обернулись на говорившего. И дайте. Узумаки вспомнил парня, участвовавшего в соревнованиях между кланами Васаби и Вагараши за клан Васаби. Привет, ты куда? Да еще с такими спутниками. Марина кинула взглядом Нукининов из разных деревень. А, мы хотим восстановить Узышлагакури, с радостью сообщил голубоглазый. «А как же мечта стать Хакаги?» Удивился брат Ибики. «А, меня выгнали за то, что я не уберег товарищей?» Понурил плечи Узумаки. «Что?» «Да за это же просто выговор вешали». Еще пуще удивился тот, кто только единожды пробовал свои силы в экзамене на Чиунина. «А вот так, развел руками парень. Зато я своего лучшего друга, наконец-то, нашел». Узумаки положил руку на плечи Учиха. «Наруто». Да, Саски! Проехали! махнул рукой Брюнет. нам гда ими надо. Точно. Джинчурики хлопнул себя по лбу. И дайте, может быть, ты к нам присоединишься. А почему бы и нет? С какой-то легкостью согласился парень. Звент, череды флешбеков. Так вы согласны? спросил Узумаки. Я согласен только с одним условием. Кланы Узумаки и Чиха должны быть возрождены в этой деревне и никогда не покидать ее. Парни переглянулись и хором ответили «Согласны». «Вот и хорошо», — улыбнулся правитель страны, подписывая какой-то свиток. Им выдали свиток с разрешением. «Приведите сюда зумуки». Похлопал ладоши правитель. «Что?» — удивился Учиха. «Их больше, чем я знаю». В зал распахнулись двери и зашли мужчины лет 30 и 15 летняя девушка с ярко-красными волосами. «Так, Наруто, прошу любить и жаловать ваших родственников», Юдзакуми из благородного сословия, девушка с длинной косой слегка склонила голову. И как Эцу благородный, плодовитый. Мужчина с небольшим низким хвостиком улыбнулся родственнику. Они брат и сестра. Много о тебе знают, даже не так, они все про тебя знают. Улыбался правитель. Наруто, мы будем рады, если ты возглавишь наш клан, произнес, улыбаясь, мужчина. Мы научим тебя нашим запечатывающим техникам, улыбалась девушка с еще одной отличительной чертой узумаки, кроме цвета волос с большой грудью для своего возраста. канахай Гакури. Это же время. В деревне Листа стоял зной какая-то необычная атмосфера обиженных и угнетенных. Цунди, вернувшись в селение, была очень удивлена всем этим. Праздник же, Хакаги вернулась, а тут. Черт знает, что творится. Синджу, немного удивившись всему этому, прошла в свою резиденцию. Не успела она сесть, как в кабинет постучались. «Войдите!» — властно произнесла она. Цунади Сама, в кабинет пятый вошел самый молодой член сельского совета. «О, Шикаку, может быть, ты мне расскажешь, что тут произошло во время моего отсутствия?» — грозно спросила женщина. «В том-то и дело», — спокойно продолжал Нара. Наруто успешно закончил миссию провалы мы. И... Стоп, это как? Внучка Шаде мотала головой из стороны в сторону. Преступника они поймали, но... Узумаки вернулся один, Шикаку специально избегал тему смерти ученицы пятой. Нара, блондинка с миндальными глазами ударила ладонью по столу, я понимаю, конечно, что ты с полуслова все понимаешь, но будь любезен, объясняй мне все. Наруто вернулся с миссии один. Преступник, а точнее, его труп был запечатан в свитке Сакуры Харуны вместе с трупом Акаши и Харуны Сакуры. На одном дыхании выплел великолепный стратег и личный советник Цунади. Что? Женщина не могла поверить в услышанное все ее приподнятое настроение, которое умудрилось задержаться с момента ее ухода от дайми стран огня до сих пор, куда-то улетучилась. Повтори, попросила Синджу, прижимая руки к груди. Акаши Сайхару на Сакуру погибли, очень тихо произнес отец ленивого гения. Не верю. Этого не может быть. Слезы предательски катились из глаз по щекам, когда им не следовало этого делать. Сакура. Пятая уже не могла сдерживаться и разрыдалась во весь голос. Шизуни. Крикнул Шикако в коридор, принеси успокоительного. Блондинка уже стояла на коленях и, согнувшись к полу под грузом эмоций и плохой вести, колотила по ни в чем не повинному полу. «Цунадисама! Успокойтесь!» К Хакаге подлетела девушка с короткими каштановыми волосами. «Не могу!» — глотая слезы, проговорила глава деревни. У нее снова начался приступ, руки с подбородком дрожали, сама она попыталась себя обнять за плечи, но ничего не выходило. Шизу не видела свою наставницу в таком состоянии только трижды до этого. Это были известия о смерти ее брата, потом Данайджирая. Цунади Сама! Грозно произнесла Шизуни. Прекратите! Она вколола ей три куба успокоительного вену. А это не слишком много! обеспокоенно поинтересовался мужчина с высоким черным хвостом. Нет, меньшие дозы ей не помогают, на полном серьезе произнесла Шатенко, вот подождем еще 15 минут и продолжим, вздохнула она, присаживаясь на кожаный диван, стоящий около стены. Истерика Цунади медленно, но верно сходила на нет. Уже через десять минут пятая только раскачивалась взад вперед, обхватив колени руками, а через пятнадцать, как и говорила ее первая ученица, полностью взяла себя в руки. Их похоронили? Первое, что спросила принцесса Слизней. Нет, ответила Шизуни. Мы не знаем, какая это была техника. А что Наруто говорит? Приведите его сюда. Отдала распоряжение пятая. Шиноби колебались, они не хотели говорить Хакаге, «Я не поняла, вы приказ не расслышали?» Спросила Синджу, садясь на свое кресло. «Дело в том, что он ушел из деревни, начало Шизуни. Его выгнали старейшины, перехватила Стафи Шикако. «Что?» Стол не выдержал ударов взбешенной женщины. «Что ты сказал только что?» «Его выгнали старейшины», спокойно повторил Нара. «Теперь старейшин?» «Нет». Вынесла свой вердикт принцесса слизней. «Убью». Она пошла к выходу, но ее остановил Нара. Госпожа цунади, не стоит. Их век и так недолг остался. Надо свиток распечатать и узумаки вернуть. Ты прав, кивнула она. Зови своего сына, Меджи, Шине. Химату. Есть, Шикаку вышел из кабинета, а Цунади села за то, что осталось от стола и принялась писать письма Каги с просьбой вернуть Наруто в деревню, так как произошла ошибка. Сунагакури. «Резиденция Казикаги. Гара. В кабинет с большим зеленым столом влетела блондинка с четырьмя хвостиками. Тебе письмо из Канахагакури. Срочное. Добавила она, видя, что на ее братца сейчас вряд ли что подействует. Тимари вздохнул красноволосой, отстраняясь от своей ученицы и любимой. Зачем же так врываться? А затем. Такой сокол с красной лентой был только перед началом войны. Старшая на собаку была на пике эмоций. «Очень мне надо наблюдать за тем, как ты мою подругу соблазняешь, или это Мацури тебя соблазняет?» Прищурилась она, теребя конверт. «Что там?» «Дай, посмотрю», — протянул руку за конвертом голубоглазой. «Да бери, девушка отдала брату листок с печатью». «Гара. На формальности нет времени. Наруто ушел из деревни по вине старейшин, я только тебе об этом пишу». Все остальные считают, что он ушел по ошибке. Мы не знаем где он, но высылаем отряд на его поиски. Надеюсь, что ты убедишь его вернуться, если будет такая возможность. Я не смогу потерять еще и его. Он единственный, кто напоминает мне брата, любимого, друга и лучшую ученицу. Он единственный, ради кого я еще живу. Надеюсь на твою поддержку. Прошу, если он придет к тебе или находится у тебя, поговори с ним, сообщи мне. Цунди. Тимари, Мацури, вы отправляетесь на поиски Узумуки Наруто, отдал приказ юноши, сжимая лист в руке. Что? Ты издеваешься? Возмутилась блондинка. Нет, конкуру прихватите еще, одумался он, начиная писать ответ Цунди. И где нам его искать? Тихо поинтересовалась Мацури учителя. Не знаю. За главного. Тимари, ты главная. Тем временем возошла Гакури. Те. Кто исследовал за Узумаки пришли в центр развалин. Все вокруг давило тишиной и умиротворением смерти. Многим было не по себе, но Наруто, кажется, это вообще не волновало. Подойдя к мрачному двухэтажному зданию с подвалом и с разбитыми окнами, которое уже пережило пару пожаров, он улыбнулся и произнес: "Здесь будет резиденция. Имеет два входа: центральный и боковой. Внутри разруха и опустошенность." и где остались на дверях таблички, пару развалившихся кресел. Зевая протянула Карен. Неужели, тебе именно такое здание нужно? Это здание находится под центру раз. Два здесь убраться хорошенько, да и пок украсить все, а достраивать ничего не надо. И это твоя деревня. Не выдержал учха, отпускать маты мысленно ему уже было не в моготу. Тут нечему удивляться, сказал Наруто. В Третьей Великой Войне Шиноби у Зашлагакури была уничтожена. Наш клан боялись большинство стран Шиноби. Объединившись, облако, камень и туман уничтожили селение и клан, понеся огромные потери. Вот почему тут такой вид. Да ладно вам, перестаньте, вступила в разговор Такара. Гуляя по деревне, создается впечатление, что мы последние выжившие в этом селении после войны романтика запустения, очарование покинутых пространств и бесконечная печаль безмолвия. Настоящий рай для уединения. А на что? Того? Спросила Хисами, но на ее вопрос никто не ответил. Узышла Гакури. Погода стояла всю неделю хорошая, в центре Узыши уже было отстроено несколько зданий. Резиденция была выкрашена в оранжевый и синий цвета. Вокруг расчистили место от завалов и камней, сделав что-то наподобие площади, ямами и кирисами с помощью своих водных техник отточили один огромный камень фонтан и заставили его работать, беря воду из подземного источника. Теперь никто от жары не умирал. Дайми страны водоворота пригласил лучших плотников, каменщиков и архитекторов со всех уголков мира, чтобы те помогли Наруто отстроить его деревню. Девушки уже вовсю сдружились, что нельзя было сказать о парнях. Хисами, как самая старшая из них, решила всех их немного просветить о взрослой жизни, оказалось, что все кроме нее и Вани девственницы, поэтому она заняла бесспорное место лидера среди девушек. Ну, как бесспорное. Иваня на него и не претендовала, у нее была другая цель. Всем нравились ее рассказы и истории. Среди сильного пола заводил и служил сугицу. Он все время пытался всем доказать, что он сильнее. Поначалу все сразу же заводились и начиналась драка, пока Саски этот шум, создаваемый потасовкой, не надоедал или же его не услышал Наруто, с помощью демона леса не растащил оппонентов по разным частям деревни. Но в последнее время на его провокации клевал только мурасами. Мужчина не мог смириться, что какой-то малец дразнит его полосатым. Учихи уже все это так осточертело, что он решил активно помогать Узумуке со строительством, отложив свои обязанности главы полиции у Гакури на неопределенный срок. На расстоянии 100 метров от резиденции главы деревни находилось отреставрированное здание полиции. Оно чем-то напоминало здание полиции Канаха Гакури и поэтому многие предположили, что в Канохе работали мастера из Узуши, но это доказать или опровергнуть никто не может. Ночевали все в здании определенном под больницу, оставалось вычистить только третий этаж, но все вместе с этим быстро бы справились, если бы... Если бы не приехали рабочие, нанятые правителем стран водоворотов. Они предлагали свои проекты, но Наруто все яростно отвергал. Учху уже устал от такого выкаблучивания и друг и спросил то, что решил разом несколько истерик архитекторов Узумуки. Мать твою на том свете. Какого хрена ты выделываешься? сразу сказать, что конкретно тебя не устраивает можешь. Вот, на, он положил ему на стол первый попавшийся свиток с проектом. Меня что не устраивает? Взревел блондин, ударяя ладонями по столу. Меня не устраивает слабая защита. Меня не устраивает то, что у нас три здания уже есть и они находятся в центре, а на всех чертежах они черт знают где. Меня не устраивает то, что кладбище располагают у океана. Мы что будем пляж огромную стеной отгораживать? И еще я порт там хочу. А кладбище надо вдоль скал ставить, да и окружить деревню такой же стеной, как вокруг листа. Вот что я хочу в первую очередь, а все остальное безразлично, улыбаясь во все 32 зуба. Так что же вы сразу не говорили? Удивился маленький кругленький старичок с тремя пучками волос на бороде и двумя волосинками на голове. Так никто не интересовался и не спрашивал, Голубоглазый глава деревни улыбнулся еще шире, хотя куда еще шире? Никто этого не понимал. Архитекторы переглянулись, кивнули друг другу и тот же толстячок произнес «Сможете все ненужное снести?» «Конечно!» Наруто выглянул в окно, увидел близнецов и обрадовался. «Фуджин! Рейджин!» Там, он указал по направлению к скалам, в разваленных щенок спрятал шашлык, который я приготовил для вас. «Что?» Братюня! Еду украли! Заревели они хором друг к другу и понеслись, сметая на своем пути то, что осталось после войны от некогда великой могущественной деревни, которая могла соперничать с пяти великими. Мужчина с маской на лице как и у кокоши оказался у них на пути и стал в страхе убегать, крича что-то неразборчивое. Хисами, отдыхающая вместе с другими девушками на фонтане, вздохнула и произнесла «А мог бы спокойно использовать технику водяной тюрьмы для защиты?» Но не все же такие умные, как ты, Мурасми хлопнул подругу по плечу. Вот именно, не все, коварно улыбнулась она, суетан, Суибин. Кнут воды обвил тело мужчины с зеленой горизонтальной полоской на лице. Ну ты что? Все еще дуешься. Удивился мужчина. Представь себе, она отменила технику, так как увидела, как у зашикаги смотрят на них с интересом. Мы не семья, не семья, и нечего на нас так смотреть прокричала она Наруто. Вы на пристальном контроле. Подмигнул блондин и замолчал, так как его очень сильно привлек вырез у Такары. Неужели тебя доски привлекают? Удивился обладатель Шарингана, проследя за направлением взгляда блондина. Что? Не понял Наруто. Куда ты смотришь? Там же даже первый размер не наскребется, гоготнул Брюнет. «А, я понял, ты Харуна вспоминаешь, он похлопал блондина по плечу заканчивай это делать. Как же ты будешь себя паршиво чувствовать из-за того, что жители твоей деревни будут умирать на миссиях, на которые ты их отправил? Не знаю, Саски, не знаю, пожал плечами блондин. Братюня, я ничего не нашел. Прокричал близнец с косой. И я тоже, прорал старший брат. Парни. Опомнился Наруто. Я видел, что щенок перепрятал шашлык ближе к побережью. Вот неинтересно как он их остановит. Поинтересовалась Юмика. Шашлык даст, улыбнулась девушка с ярко-красными волосами, заплетенными в тугу косу. Правда что ли? Улыбнулся Марина, присаживаясь рядом. Где он шашлык-то достанет? Наруто, ты попал, крикнул Кокетсу, обнимая сестренку. Наруто-сан, тихо произнес хрипевшим голосом длинный и худощавый мужчина, мы сделали еще один чертеж. Не посмотрите, на чертеже были красным отмечены три здания, которые уже построили. По желанию узумники выполнили, кладбище было расположено на чертеже вдоль скал, на побережье был отведен участок для порта и для пляжа, вся местность была из широких улиц и площадей, а между ними по два-три квадратика, выделенных зеленым цветом. Наруто не понял, что это значит и где будут жить кланы. Ему объяснили, что это многоэтажки, в которых и будут проживать люди, на каждом этаже по четыре квартиры, а на верхнем одна. Узумаки с энтузиазмом согласился, сказав, что надо делать по 10 этажей, на что Учиха рассмеялся и заявил «Эти 10 этажей займут мои сыновья, делаем по 40». Один из архитекторов быстро что-то черкнул в своем блокнотике. «А по сорок-то зачем?» – удивленно спросил блондин. «Чтобы легче наблюдать за границами», – ухмыльнулся Саски. Брюник не понимал, как еще Наруто не развалил то, что осталось от этой деревни, хотя... Вы братьев и визг девушек дали понять, что все уже разрушено, и близнецы решили поискать доп тремя единственными зданиями. Резко метнувшись к окну, он активировал шаринган и приземлился перед разъяренными Фуджином и Реджином. Вечно улыбающиеся амбулы резко затормозили и стали есть воздух. «Что ты с ними сделал?» Пораженно спросила Имика, наблюдая за бывшими заключенными Канохи в гендюцу поместил, раздраженно ответила Чиха. Тем временем. Страна болота. Черт. Тимари, неужели тебе надо было идти именно сюда? Возмутился Конкура и по пояс провалившись в вязкую жижу зеленого цвета. Да, сухо ответила блондинка, подавая брат руку. Сам справлюсь, тише ты, а то разбудишь, улыбнулась на собаку, но оступилась на корни дерева и с плеском упала в воды болота. Что-то скользкое прошлось по ее ноге и она завизжала, пока Конкура с помощью нити чакры не вытащил ее. «А кто такой Марио?» — спросила Мацури, протягивая командиру отряда полотенца. «Спасибо», — улыбнулась она. «Марио Тире — это древний и очень могущественный демон, который много лет назад хотел разрушить мир и уничтожить пять великих стран Шиноби. Однако, его запечатала могущественная жрица стран демонов Тире Року, пожертвовав своей жизнью». Позже человек по имени Йоми оживил его и стал сосудом демона. Он хотел продолжить его намерение и уничтожить весь мир. Единственным человеком, сосуществовавшим в этом мире, который мог запечатать его повторно, была дочь Мироку Шон. Йоми приказал своим людям убить ее. Однако на их пути встала команда номер семь. Шон хотела повторно возобновить печать, однако Марио пожертвовал телом Йоми, чтобы выжить. Да, Тимари, ты права, но. Конкура дождался этого момента, его сестра простоволосилась, и теперь самое время было см, что он умнее. Несмотря на это, Марио был убит совместной атакой Наруто и Шион. Так что, его пробудить нереально. Закончил он, поднимая указательный палец к небу. «Если бы ты меня не перебил, то я бы до конца рассказала эту историю», — невозмутимо произнесла Кунайчи, думая, что это был реальный шанс на провал перед Конкура. «Ну и зачем тогда ты это все говорила?» — поинтересовалась Мацури. «Да ты что? Брата попугать — это святое дело?» — засмеялась дочка четвертого Казикаги. «Тем более, мне можно...» — она весело подмигнула Конкура, «ведь так, сладенький мой, ты все еще помнишь что происшествие с детства. Тебе же семь было. Кукольник не хотел верить в то, что он все еще не прощен. Конечно, помню, такой не забывается, знаешь, как больно было?» — уперла руки в бока блондинка. «Может быть хватит?» а... — поинтересовалась Мацури. «Нам еще большую часть мира обойти надо». «Нет, нам еще столько же, Канаха тоже ищет его», — бросила Тимари. «Сейчас к дайме этой страны, а потом в страну демонов». «А почему именно туда?» — поежился марионеточник. «Кого пришлось спасать в стране птиц?» — поинтересовалась Тимари. Флешбэк. «Тимари, может поможем?» — обеспокоенно спросила Мацури, наблюдая за боем конкура или еще троих шиноби. «Нет, я ему говорила, чтобы не останавливался, а так, сам дурак». Отрезала девушка с четырьмя хвостиками и веером за спиной. «Но у него же нет шансов», — прошептала Мацури. «Тут ты права, но мой братик все время хвастается тем, что он самый сильный, и он ведь победил самого». Договорить ей помешал пролетевший над головой Коной, слегка задевший ее волосы. «Эй, Очкарылый! Проорала она во всю силу. «Если дерешься с ним, то нечего мои волосы трогать!» К моей Взмах веером и без очками подхватил сильный поток ветра, кружа вокруг его собственной оси. Когда поток ослаб, тот то пар не осталось лишь обескровленное тело с уймой разрезов ткани и кровеносных сосудов. «Сука! Ты заплатишь за моего брата!» На Тимари понесся мужчина с рыжей бородой и бакенбардами. Ты бы свою шевелюру на лысину пересадил, хохотнула она, уклоняясь отпущенной стрелы электрического заряда, проходящего вслед за стрелой. Мацури среагировала моментально, она воспользовалась своим первым оружием и связала бородатого. Тем временем, пока третий и самый молодой из оппонентов кукольника отвлекся, конкура использовал Курахиге, Кики -нихацу. Его марионетка раскрылась и нитями чакры затащила врага внутрь, а потом лезвие пронзили тело напавшего на землю и полилась кровь. Сволочь! Заорал бородой. Сдохните, собаки! Будьте вы прокляты! Так, лысая башка, да и пирожка, заглохни ответь на несколько вопросов, властно произнесла Кунаичи из песка. Мужчина ничего не сказал, лишь плюнул ей около сандалия. На собаку это не понравилось, она ударила его правой в челюсть и прошипела, «Ты, видимо, не понял, в каком ты положении?» «Сдохни, сука!» Единственное, что выплюнул он ей в лицо. Видимо, она присела перед ним, схватив за яйца. По-хорошему не получится, значит будет по-плохому. Видел паренька лет двадцати. Он блондин с голубыми глазами и на каждом углу любит поорать. Отвечай, иначе оторву ко всем чертям собачьим, она сильнее сжала его органы через штаны. Не видел, тихо произнес мужчина, корчась от боли. Точно. Блондинка слегка повернула руку влево, точно. Сорвался на визг бородатый. Ну все, будь паенькой, девушка похлопала его по щеке и вдобавок бросила, а что переживал-то? Точнее за что? Тройка из песка дружно рассмеялась, но Тимари быстро успокоилась и положила ладонь на голову кукольника. Конкура, я спасла твою задницу, то у меня в долгу. За флешбека. Страна демонов. И куда мы? Безразлично поинтересовался Конкура, наблюдая за цветком, проглатывающим муху. Кшон, в таком же тоне ответила на собаку. «А зачем?» — поинтересовалась Мацури. «Страна демонов уже не одно поколение держится со страной огня. Туда и отправится отряд листа». Вот именно, как-то по-детски улыбнулась Тимари, но тут же надела на себя маску безразличия и спокойствия. «Держи себя в руках, Тимари», — приказала сама себе блондинка. Дорога до дворца жрицы была довольно быстро пройдена, но впечатление оставило у каждого свое. Конкур оклялся себе, что больше никогда в жизни не пройдет по этой тропе, где растения поедают всяких разных букашек, а птицы пытаются выклевать глаза. В Мацуре нравилось абсолютно все, начиная от вьющихся корней растений, которые пытались поздороваться с обвив их за лодыжки, и кончая прекрасными напевами ярких птичек, летающими над головами у них. В Тимари было все в новинку, такого разнообразия красок, флоры и фауны на такой маленькой территории она еще не видела. И поэтому девушка была сильно удивлена, почему это сказочное место назвали страной демонов. Детвора пробегающая ним, и весело смеялась, но один из мальчишек врезался в Тимари. Кунаичи сначала хотела на него нарать, но не смогла, девушка потрепала мальчугана по волосам и, улыбнувшись, произнесла «Осторожнее, малыш! Я уже большой!» — возразил Шалопай, — мне пять. Вот. Он гордо задрал нос к небу. Мацури рассмеялась. Что смешного? Обиженно надо губки мальчик. Ничего, просто ты еще слишком маленький, — улыбнулась ученица Гары. Я не маленький. Я низкий. Прокричал малыш, пробегая мимо Мацури и задевая ее плечом в области коленок. старика старик Анаки номер два. Прокомментировал кукольник. Конкура сейчас же завязал свой язык в три узла и проглотил его. «Мы пришли», — сообщила блондинка, подходя к воротам дворца жрицы. «Чем могу помочь?» — услужливо поклонился старичок. «Мы пришли к жрице по важному делу из стран ветра. Прошу вас подождать, сейчас к ней пришли люди из стран огня», — старичок опять поклонился. «Это наш второй отряд. Мы расследуем одно и то же дело, но и слегка отстали от товарищей, уводя погоню, легко соврала Тимари. Хорошо, наверх по лестнице и направо, пожилой человек впустил троицу внутрь. Спасибо, поблагодарила Тимари и рванула наверх догонять товарищей. Тимари. Окликнул сестренку Канкура, она повернула голову и врезалась в Кагато. Тимари, тихо произнес такой знакомый голос над ухом девушки. Сильные руки обняли хрупкие плечи блондинки. Шика, прошептала она прижимаясь к лентяю почему у тебя весь торс забинтован тимари отстранилась и посмотрела в лицо любимого ну была тут история мы попали под какое то гендицу и начали драться друг с другом но ну и хинота мне случайно промахнулась мимо центрального очага чакры но несколько ребер сломала и после этого иллюзия резко развеялась ну я же извинилась напомнила Хината. лучше со сломанными ребрами чем в могильке возразил Наджи. Шикамару, я конечно все понимаю, ведь я совсем не глуп, начал в своей манере Шина, но, может быть, мы пройдем к даме, ожидающей нас на прием. Ты прав, пошли, ребята. После этих слов он открыл дверь и семь человек зашли в довольно просторный и богатый зал. Здравствуйте, поздоровалась жрица с волосами цвета лунного молока. Рады вас видеть, решил говорить за всех Нара. Госпожа Шон, мы пришли к вам, так как нам нужна помощь. Узумуки Наруто по вине старейшины шел из деревни почти месяц назад и его нигде никто не видел. Наруто. В глазах длинноволосой блондинки отразился страх. С ним не должно случиться ничего плохого, он уже однажды перехитрил смерть, теперь его время придет не скоро. Длинноволосая блондинка с короной своей матери на голове нежно улыбнулась, вспоминая того, кто научил ее верить в дружбу и быть ласковой, а не надменной с людьми. Но я посмотрю. Сразу же после этих слов зажглись благовония, зазвенели бубенцы, развешенные по всему периметру помещения, и девушка погрузилась в транс. Вижу, просипела она, Наруто Узумаки один из великих Каги, все обрадовались, так как решили, что Узумаки вернется в Канаху и исполнит свою мечту. Хотя нет, что-то неясное. Его будущее ускользает, туман сгущается. Нет, его судьба меняется, она не знает, что с ним будет, она его покинула. Он изменил судьбы многих, и теперь сам же меняет свою. Он пытался что-то возродить. Это его и погубит, он скоро умрет. Хинати стало плохо и она лишилась чувств, но Джо ее успел подхватить в последнюю секунду. Относительно времени история, закончила Шион. Все стихло, ароматические палочки перестали гореть. Девушка открыла глаза. Он умрет в Шлагакури. единственное что произнесла она. Я больше ничего не помню, я не поняла, когда именно он умрет, он был молодым, но время. Время над душой не властно. Узуши нет, пробормотал Конкура. Вот и Татауны и будет пытаться восстановить, понял Шикамару. Это именно то, что может стать ему дороже Канохи, ведь эта деревня и территория до сих пор принадлежит клану Узумаки, а как мы знаем, что мы знаем только двоих представителей этого клана, Наруто Карен. Шикамару, ты что-то нагородил? я тебя не понял, Конкура моргал глазами. Дурак, буркнула Тимари. Мы знаем, куда нам надо идти, и этого более чем достаточно. Пять дней спустя. Страна водоворота. А я тебе говорила. Опять начала Тимари пилить Шикомару. Раз ты такая умная, то веди, в который раз Ленцой произнес Нара. Да ты меня вообще ни во что не ставишь. Возмутилась блондинка. Пристрелите меня, Жалобно попросил конкура, он не мог выносить это уже на протяжении пяти дней совместного похода. Поначалу он радовался, что сестренка переключила все свое внимание на другого человека. На второй день он отдыхал от надоевшей до костей сестренки, наслаждаясь свободой. На третий день его начало окутывать волнение, что это все неправильно, чего-то не хватает, и так далее, и тому подобное. На четвертый день он уже не мог выносить этот спектакль двух актеров и поражался, как так их выносят остальные. Теперь же у него началась немая истерика. «А может тебе подарить укус шершня?» — предложил Шена. «Шестерка их способна убить лошадь за минуту». «Давай», — согласился кукольник. «Только после того, как я увижу племянников», — строго сказала девушка с веером за спиной. Вот мой сын, он погладил Наджи по голове, не понимая, что только что совершил очень глупую ошибку, и обратился к заклинателю насекомых, пусть кусает. Убить марионеточника мягким кулаком не позволила Тимари, ударившая его веером по голове. Чтобы через год у меня племешки были. Понял? Грозно спросила она. О, Наджи. Теперь можешь делать с ним все, что хочешь, улыбнулась Тимари, да не до него, Миджи всматривался с помощью биякугана вперед. Через 10 минут нас встретит, приготовьтесь, 6 человек. И один через 15 минут, холодно произнес Хьюга. Ну, значит, косточки разомнем. Кунайчи суны похрустела шею и сделала наклоны в стороны, разминая спину и бока. Шикамар уже обдумал план действий и встал с корточек. Тимари, какова дальность твоей самой мощной атаки? Метров триста, пожала на плечами. А я с учетом этих препятствий. Он кивнул на деревья. Ну, прикинула девушка, сто или сто пятьдесят. Отлично, улыбнулся Шакомару. Шина, отправляя насекомых, скомандовал глава поискового отряда Листа. Меджи, наблюдая за процессом и сообщая о всем, что происходит. Конкура, готов марионеток, мы возьмем их в плен, никого не убивать, проблемы нам не нужны девушки, он усмехнулся я, уже складывая печати, бросил на троицу взгляд, не нанесите себе урона. Да ты издеваешься. Тихо спросил эти Мари. Дорогуша, мы же их сами остановим. Да. Сразу кивнула Мацури. Да. Неуверенно произнесла Хината. Отлично. Вперед. На собаку понеслась вперед. Хинута сама, это опасно. — крикнул вдогон Наджи, наблюдая за сестрой, уже вступившей в бой. Джуха Сошикин. На ладонях обладательницы глаз не вспыхнули из чакры, она вступила в бой женщины в повязке на губах и каштановыми короткими волосами, торчащими во все стороны. Наджи сильно переживал, когда Хината промахнулась, и в нее полетели отравленные иглы, но девушка не растерялась. шово хакера Куджо Йоншо, все пространство вокруг девушки превратилось в плоскость, расчерченную на квадраты, время замедлилось, каждую иголку она разломила на несколько частей и вернула мир в прежнее русло. Хинута сама, все в порядке? спросил Наджи. Эй! Что вы делаете? Кричала подоспевшая девушка с красными волосами. Прекратили. Нам их встретить надо было. Шикамару! Прикажи своим остановиться! Орала Карин, пришедшая во время самого разгара битвы. Хаузуки. А ну прекрати! Она прошла кулаком сквозь голову блондин с акульями зубами, который пытался убить Мацури. Все остановились в непонятливости. Но они же на нас первые напали, удивилась Хисами. Ладно вы, но ты то, и дайте, ты же слышал приказ: если из Заканухи, то к Наруто в гости, если из других деревень, то к шикаги А что сразу я? возмутился Марина. Я вообще тут ни при чем. Наруто об этом сам скажешь. Так, все за мной. Скомандовала родственница Наруто. Тридцать минут назад. Узышла Гакури. Наруто, на границе шесть Шиноби, сообщила Карин. Ты не можешь определить кто. Спокойно спросил Узумаки, продолжая вместе с клонами нести каменные глыбы на многоэтажные леса зданий. Не могу. Тогда бери Вани, Джува, Сугицу. Хисами, Марины и Токару, распорядился Наруто. Если из Аканохи, то камней, если из других стран, то Казуши Гакури. А разница? Спросил Саски, проходя мимо. Официальный или обычный прием, схватила на лету единственная обладательница очков в этой деревне. Умница, улыбнулся Узумаки, заставляя кураму устанавливать кирпичные блоки на леса. Вот, чуть что, так сразу Курама, ворчал он, используя свою слюну, смешанную щекрой как соединительный материал Вылечать, так сразу курама поднять что-то так опять курама помочь в бою так сразу курама достал уже так ты же сам все время раньше помощь предлагал а теперь что прищурил глаза загорелый блондин так-то когда было то поднял палец к небу лис да с моих двенадцати лет припомнил голубоглазый так все, не мешай. Девятихвостый снова плюнул на ребро блока и поставил его на нужное место. Все, теперь крышу настилайте внутри там оклеивайте. Бинджу спрятался в своем джинчурике. Наруто, мы ушли. Крикнул Икарин, догоняя отряд. Удачи. Улыбнулся в ответ он, но этого уже никто не слышал. Наруто, кто будет заселять этот дом? Поинтересовался Учха. Ты, улыбнулся Наруто. Это еще почему? Саски такого никак не ожидал. Он ближе всех к зданию полиции, пожал плечами голубоглазый, создавая еще несколько сотен клонов и побежал таскать глыбок к следующей постройке, радуясь, что уже три дома возведены. Если так будет продолжаться дальше, то месяцы за два все отстроится. Карин пыталась нагнать свой отряд, но им, видимо, слишком сильно надоела работа на стройке, что они так живо убежали в поисках приключений. Черт, откуда здесь столько насекомых. Донеслось до девушки. Глупцы, это абурами Подумала девушка. А, они же не знают. Черт. Откуда здесь столько насекомых? Изумилась Ивани. Хьон но Выкрикнул Ямами, заковывая насекомых в глыбы из льда. Ты из клана Юки? Поинтересовалась Юмика. Ага, кивнул парень. А ты из какого? Тебе что-нибудь говорит клан Рюдайн. — спросила девушка с свитками оружия на поясе. — Ну, они вроде марионетками особыми могут управлять. — Умничка, я и последняя представительница этого клана, и то я по матери. — вздохнула девушка. — Здорово, — улыбнулся мужчина, но тут его ноги связала как эта леска и он упал. Юмика посмотрела по сторонам, и Ваня сражалась с девушкой, которая обладала бьякуганом. Эти глаза ни с чем не спутаешь. Белые без зрачков, да и вен около глаз надуты. Это точно был бьякугом. Хисми и Мурасми использовали Кура Тацу Макитадзюцу, которые используют члены клана Курасуки. Это натолкнуло ее еще на одно неожиданное открытие, ведь никто кроме Узунки, Учха и Дати Джува не говорил откуда он, из какого клана. Черный смерч остановил одним ударом Вир девушка в фиолетовом коротком кимоно с четырьмя смешными хвостиками. Хаузуки размахивал своим мечом, пытаясь порубить шатинку с протектором деревни песка на шее, но она все время уклонялась и уворачивалась от его атак. Недолго думая, девушка раскрыла свой свиток, послала в брюнетку с развивающимися по ветру волосами облако отравленных игл. Шоу хакера Куджо Йоншу! Вскрикнула она, и вокруг девушки выросла какая-то белая сетка, сама брюнетка начала очень быстро двигать руками, каждую иголку она разломила на несколько частей. «Хиното-сама, все в порядке?» Спросил предоспевший по Юга. Вместе с ним пришли еще трое парней. Один в черных очках и весь скрыт одеяниями, явный признак члена клана Абурами. Другой во всем черном с сиреневым рисунком на лице и марионеткой за спиной и в руках. И вроде самый обычный Джоунин с протектором Канухи на руке, высоким хвостом и проколотыми ушами. Эмблему его клана девушка не знала. Было ясно, что они проиграют бой этим напавшим на них, но вовремя подоспела Карен, спасая их от унижения. Или же наоборот, принося еще большие. Эй! Что вы делаете? Прекратили. Нам их встретить надо было. Шикомару! Прикажи своим остановиться. Орала Карен, пришедшая во время самого разгара битвы. Хаузуки! А ну прекрати! Она прошла кулаком сквозь голову блондины с акульями зубами, который пытался убить Мацури. Все остановились в непонятливости. Но они же на нас первые напали, удивилась Хисами. Ладно, Свэ, но ты-то, и дайте, ты же слышал приказ, если из Исканохи, то к Наруто в гости, если из других деревень, то к Шикаги. А что сразу я? Возмутился Марина. Я вообще тут ни при чем. Наруто об этом сам скажешь. Так, все за мной. — скомандовала родственница Наруто. «Карин, а что ты вообще раскомандовалась?» — лениво поинтересовался Нара. «Хотят поубивать друг друга, так зачем мешать? Тебе же меньше хлопот. А то, Нара, что мне позволили? Кто последний окажется на стройке, тот будет виноват и отчитываться перед Наруто, хотя нет», — улыбнулась она, поправляя очки. Передучиха. Все сразу же кинулись на стройку, кроме Умика. Узумаки это сильно удивило. Поэтому она не заметила реакции гостей. «Что ты тут стоишь?» Спросила она. «Я его не боюсь», — пожала она плечами. С ним главное — это вовремя затыкаться и коротко отвечать на вопросы с полным пофигизмом. Проходили уже, отмахнулась она. Вспоминая тот допрос при знакомстве в хижине. Карин позвал конкура, а ничего, что учиху хотят уничтожить некоторые каги. «Ну и что?» «Ничего». Что именно он Сатачи остановил как будто и технику вселенского воскрешения. Парировала девушка. Десять минут спустя. Узашла Гакури. Это еще что такое?. поинтересовался Наруто клона. Вернулись, пожал плечами, стоявший ближе всего блондин. Вон, Саски с ними уже разбирается, махнул рукой другой. А я вас еще раз спрашиваю, что послужило причиной для этого балагана? грозно спросил Чиха. Все молчали. Джува, может быть, хотя бы ты мне скажешь? Мягче на одну тысячную спросил Саски, чтобы почувствовали только те, кто знает эту разницу. А я как все туда, потом обратно, пожал плечами тот, кто все время впитывал в себя энергию природы. Сугицу перевел взгляд на мечника второй человек в этой деревне. А вот сейчас с нами нет Карина и Мика, значит, как сказала эта психопатка, отчет сдавать тебе будет именно кто-то из них. А мы пока строительство поможем, Джува, бери блок и поперли. Нашел, что сказать парень, но ему не повезло, так как эту реплику слышала та, которую назвали психопаткой. Хаузуки. Мать твою. Кто я? Карин помчалась на парня с кулаками на готове. А? Я же говорил, что она психопатка. Проорал он, убегая от девушки. Я так понимаю, объяснять мне все будешь ты, ухмыльнулся Учиха. Прошу в мой офис, с издевкой улыбнулся он. Узумуки, это к тебе! крикнул он. А... Что? спросил Наруто, но не удержал глыбу, и она полетела вниз. Черт! Проорал он, но Курама поймал блок. Вот что ты так орешь? Иди давай, встречай гостей, вздохнул Лиз, устанавливай межкомнатную стену и прячась возле Шикаги. Гости были настолько поражены увиденной картиной, что стояли как истуканы, смотря на всех известных в мире шиноби преступников и нугининов во главе с Наруто, их другом и товарищем, которого они хотят вернуть в Канахагакуре всем сердцем. Ну, добро пожаловать в Гакуре, друзья, Узумаки обвел всех присутствующих взглядом. Хинута, а ты похорошела, улыбнулся он. Спасибо, Нарутакун, смутилась девушка, а все готово понадобилось по совету сестры перестать на то носить эту куртку, которая скрывала ее фигуру. Не туда смотришь, сказал Наджи, проследив за взглядом самого непредсказуемого шиноби на свете. Не парься, Наджи, если что, то ты узнаешь первым, доверительно сообщил глава деревни во дворотах юга, чем рассмешил всех, кто стоял поблизости. Наджи побагровел от злости, а Хинота от смущения. Но все же она искренне немного робко улыбнулась предмету своего обожания. Ну, что мы тут будем стоять? Прошу в мою резиденцию. Он указал на двухэтажное здание с одним центральным и боковым входами. Кабинет Наруто. Миленько тут у тебя. Вынесла свой вердикт Тимари, опускаясь на диван. Спасибо. Улыбнулся блондин. Ну, зачем пришли? Вернуть тебя в канаху, зевнул Нара. «Рот прикрой, буркнула Тимари. Тебя кто воспитывал? А ты раскрой, в ответ буркнул гений деревни Листа, вроде, никто. Сам раскрой. Вспыхнула на собаку. Ак, согласился он. Вы закончили? Поинтересовался глава Узыши. Да, ответила девушка, но не с тобой. Сворачивай эту лавочку и дуй обратно в деревню. Нет, отрезал он. Почему? Спросил Меджи, не вмешивающийся пока что в эту беседу. «А куда я этих шестнадцать оболтусов кину?» Поинтересовался он, смотря на то, как Такара заливается смехом от очередной шуточки Мурасами. «Я думаю, что преступников по тюрьмам, а тех, кто невиновен и покаются, Пятая простит и примет», на неопределенный распев протянул Шина. «Нет, я не вернусь туда. Меня размазали по асфальту и вмешали в грязь, я ушел, я смирился, а потом я встретил Саски. Я был безумно рад». Он единственный, кто был и будет мне лучшим другом. Я обещал Сакуре, что верну его. Я этого сделать не смог и не смогу. Мы просто теперь будем вместе ставить на ноги эту деревню, да и уйти мы теперь не сможем. Это наш дом, это мои корни, а для него почва для восстановления клана, где никто не посмеет вспомнить то, что он предпочел забыть. Для него это то место, где никто не взглянет на него косо. Так, стоп, ты что? Это того, ну возвращаться не хочешь?» Запинаясь спросил Конкура. «Нарутакун, почему?» Тихо прошептала Хинота. «Да, не хочу». Хината, он повернулся лицом к присутствующим и стал внимательно смотреть на брюнетку с молочно-белыми глазами. «Я объясню. Вот представь, что у тебя отняли тех, кого ты любила, а затем то, чем ты жила. Представила?» Получив в ответ неуверенно кивок он продолжил «А теперь представь, что ты встретила того человека, который был тебе как брат и остался им. Да и к тому же он единственный связывающий ниточка с теми воспоминаниями, в которых те, кто был тебе дороже всего. И после того, как он помог тебе решиться сделать то, что сможет отодвинуть на задний план горечь потери разочарований в жизни, ты его оставишь и вместе с тем, что заставляет жить, только честно, он уже и держал ее за плечи и смотрел в ее глаза. «Нет», — затаив дыхание, ответила она, утопая в глазах цвета неба. «Только если он сам провонит». «Спасибо за понимание», — Узумаки улыбнулся девушке и перестал сжимать ее плечи. «Передайте бабу лицу, Наде, что я не вернусь, если не хотите у нас погостить», — улыбнулся Узушикаги. «Нет, мы погостим», — улыбнулась Мацури, «ведь так, Тимари сама». «Да, так». Я не хочу, чтобы он умер. Я сама его лучше и аккуратно прибью, улыбнулась блондинка с четырьмя хвостиками, все рассмеялись, а Наруто так и стоял, шокированный услышанным. Стоп, я что-то маленько не понял. Кто умрет? Спросил он. А, Даша он предсказал твою гибель, махнул рукой Конкура, если ты останешься в этой деревне. Она уже пророчила мне смерть, если я буду рядом с ней, но в итоге мы спасли друг друга и обманули судьбу. Думаю, он хитро улыбнулся, «Курама, ты же не позволишь мне умереть?» «Ну вот, говорю же, чуть что, так сразу Курама-то, курама все курама «Достал!» Я в спячке буркнул Лиз, который думал, что Джинчурики не заметил, как он материализовался. «Спорим, что максимум и три часа продержишься». Приподнял одну бровь вверх Узумаки, смотря на девятихвостого. Спорим, кивнул демона и исчез в теле блондина. Дай я тебе! Раздался где-то рядом крик. А, а! В помещение влетел сугицу. Наруто! Спаси меня от своей родственницы! Он спрятался за спиной Узумуки. Где? В дверном проеме была запыхавшаяся девушка с растрепанной прической и съехавшими немного в бок очками. Кто? — заинтересованно спросил самый непредсказуемый Шиноби. «Упырок!» — психанула Карина, поправляя очки. А тут улыбнулся глава клана, делая шаг в сторону. «За что?» — в истерике спросил Сугицу. «Ты сейчас от нее получишь и спрячешься, а мне с ней еще в одном доме жить», — пожал плечами глава ходячего цирка. «Карин, давай так, я его подержу», — он схватил Сугицу за руку, — «а ты их растасуешь по квартирам», — он обвел взглядом гостей. «Ладно, как-то быстро согласилась она». Хьюга в дом Узумаки, все остальные кучха, подвинется, а поезд. Ключи. Наруто, а у нас замков нет, в ужасе расширил глаза девушка. Полицию зашла Гакури. Кабинет Саски. Ну, я жду отчет, что это было? Спросил Лучха, садясь в свое кресло. Что именно? Спросил Имика. Что за балаган произошел? почему все прибежали сюда назад, сломя голову. Карин сказала, что кто последний вернется на стройку, тот будет держать отчет перед тобой, пожала плечами девушка. Вами, поправил Саски. Что? Не поняла Шатенко, поднимая на юношу свои кари глаза. В этом кабинете ко мне надо обращаться на вы, ясно? Спросил Брюнет. А если я не хочу? Девушка приподняла одну бровь вверх. Не понял, учиха встал, опираясь на столешницу. Если я не хочу называть тебя вами, спокойно сказала она, откидывая волосы за плечи. Хочешь перейти на другой уровень общения? Поинтересовался Саски, проведя рукой по бедру девушки снизу вверх, останавливаясь на ягодице. Ничего я не хочу, и руку убери, также спокойно произнесла она, разглядывая глаза Саски. Ресницы у тебя пушистые и длинные. Хм, это можно считать как комплимент. Ухмыльнулся он, передвигая руку с пятой точки девушки вверх, скользя по коже. «Руку вообще убери», — с все тем же холодом в голосе произнесла она. «А если мною движет страсть?» — спросил он, прошептав ей это на ухо. «А мной нет», — пожала она плечами. «Ха, как я мог забыть, вы, женщины, называете это любовью», — он положил другую руку ей на грудь и притянул к себе ее тело. «Но все это не больше, чем просто похоть. Страсть, похоть, любовь. Современное общество все это смешало в одно понятие и некрасиво назвало сексом. Юмика попыталась оттолкнуть его от себя. Вот почему ту искру, которая промелькнет между людьми, заставляя их сдружиться или сделать новую жизнь, смешались с чем-то святым, размеренным и воздушным. Почему эти понятия смешались с диким животным чувством, которое расливает людей и уничтожает нравственность? Она посмотрела в глаза Учха. Детка, ты родилась в такое время. Он поцеловал ее и начал сжимать в руках ее бедра. Отстань, она смотрела вниз вправо. Да, я еще и не приставал, опять на его лице появилась ухмылочка. Мне не нужен овощ в постели. Но износила, несмотря ни на что, так что не давай повода для этого, он сделал один шаг от нее. Свободно. Юмика ничего не ответила, лишь кивнула и молча вышла. Она не понимала учха. Его поведение не укладывалось у нее в голове. Дом Учха. Блин, что-то не то. Подумал Саски, подходя к лифту. Да ладно, это сегодняшние события виноваты, да еще Юмика. Вот что ей надо было? Странная она какая-то. И плоскогрудная к тому же. Будучи уже где-то на двадцатых этажах, до слуха Учха донеслось, я тебя сейчас убью. Опять эти клоуны за свое принялись, вздохнул он. Но следующая реплика заставила его нажать на кнопку стоп и вылететь на лестничную площадку. Тимари, ну, мы же родственники. А мне все равно. Я не буду тебя готовить. Кричала девушка. Саски, привет, улыбнулась она. Красавчик узышел собственные персоны, на собаку залилась хохотом. Что вы тут? Какого? Учиха проглатывал слово. Нас сюда на неделю разместили, любезно пояснила девушка. Кто? У парня уже пульсировала вена на виске. Карин пожала плечами она. Узумаки, это ты мне мстишь, за то, что я с тобой не переспал? Выкрикнул он в окно на площадке. Да, я и не пытался. Кричал ему Наруто в ответ, а все на улице дружно рассмеялись. Какие подробности мы узнаем, протянул Шина, вышедший из своей комнаты. Я не тебе у Проорал в ответ Другучха. А кому, милый? Наруто использовал секси-джинсу и теперь Саске кричала очень симпатичная блондинка, пытающаяся прикрыть свои груди. Идиот. Я Карина Тарал. Какого она ко мне тут населила? Кричал Учха. А, так это я сказал, чтобы разместила где-нибудь, Узумаки рассеял свою джунцу. Скотина. Да я тебе!» закричал он но потом взял себя в руки и проорал никаких раменов понял что тихо спросил наруто что я пропустила настройку как ни в чем не бывало пришла карен ты мне теперь сотню раменов должна вместо учха!» обрадовал родственницу глава деревни с какого хрена опешила девушка а из такого он сделал паузу а потом заорал что он есть силы саски женится на карен его тут же окутало черное пламя. «Ладно, Саски, ты чего, мы же друзья!» Стал кричать блондин. «Я же пошутил!» «Ну, ладно!» Карин и Сугицу вступают в брак. Заорал он, пламя тут же и исчезло. «Наруто!» Проорала Карин. Упс, Узумаки понял, что лучше бы его сожгло пламенем Аматерасу. Две недели спустя. Этим утром Шикамару проснулся очень рано для себя и решил идти досматривать сны на пляж, чтобы ему не предложили поработать на стройке, и он не попал в неловкую ситуацию, когда нужно отказываться. Песок был чистым, мелким, не тот, что на пляже близ Еще никто не курил здесь и не зарывал окурки в песок. Девственная чистота природы. Океан бил материк, ласкаями волнами берег, измельчая и сглаживая обломки ракушек и раков до бесконечности. Чайки чинно прохаживали вдоль берега, собирая мелкую рыбешку и моллюсков, которые выбросило море из своих глубин. Иногда они подходили довольно близко к Нара, а одна даже осмелилась тащить его резинку с волос. Парень лишь ухмыльнулся, ему было слишком лень использовать свои техники для того, чтобы вернуть этот элемент его гардероба. Нара начал размышлять о том, что такое вода для нашей планеты? Вода — это то, без чего невозможна жизнь. Вода — это то, что может уничтожить абсолютно все и остаться безнаказанной, ведь она стихия. Хотя, кому наказывать-то, если все умрут? Да и здесь в Узуши большинство контролируют именно эту стихию. Набрал Наруто преступников и радуется. А что скажут Каги, когда узнают? Да они его в порошок сотрут, ну, или более гуманный способ есть. Так, что-то я отвлекся. Вода. Ее так много и так катастрофически мало. Она не имеет формы, но держит любую и помогает держать ее нам. Она неотъемлемая часть жизни и в то же время она сама по себе жизнь. Нет, хватит на облака смотреть, а то я перегреюсь. Окунуться что ли? Когда он вошел в океан, волны приветливо окружили его ноги, лаская и даря прохладу. Когда парень зашел по поезд, то каждый следующий шаг был борьбой с самим собой. Разгоряченная кожа никак не хотела привыкать к прохладе волн, воспринимая все как лютый холод. Парень окунулся и почувствовал то блаженство, которое изначально обещали мелкие, но частые волны, накатывающие на побережье. Вдоволь наплававшись, Шикомару вышел на берег, оставляя стихию позади себя, которая словно плакала и шептала, «Не уходи, вернись!» Пытаясь догнать его и с шумом врезаясь в материк, отшлифовывая песок. На том месте, где он лежал до тех пор, пока не ушел охлаждаться от перегрева, лежала симпатичная блондинка на голубом полотенце. Немного похлопав глазами, он решил, что это судьба и надо бы познакомиться с ней. «Девушка, у меня к вам будет необычная просьба, не позволите узнать ваше имя?» Поинтересовался он, осматривая ее стройные ноги. «Отгородите солнце», — попросила она, использовав ладошку как козырек, посмотрела на парня, который посмел загородить солнце, подвергая ее риску получить неровный загар. Она не могла разглядеть его лица, так как солнце, обод которого окружал его голову, не давал ей этого сделать. Нара увидел потрясающие глаза цвета небеса и его стали мучить догадки и подозрения. Полчаса до этого. Наруто. Тимари была в бешенстве. «Где этот ленивый засранец?» Орала она, ища Шикамару. «Кто?» Узумаки даже перестал передавать каменные глыбы от клана к клону, чтобы построить, наконец, здание будущего гипермаркета. Нара, где? не выдержала она. Не знаю, пожал блонден плечами. Это же не я с ним гуляю круглосуточно, то строй недотрогу, то вешаясь ему на шею, тут он понял, что ляпнул лишнее. Так, протянула девушка, протягивая руку за веером, но не найдя его, она улыбнулась. Тебе повезло, где тут пляж? Хотела этого лентяя вытащить, но не судьба, видимо. Не знаю, он пожал плечами. У девчонок спроси. Что у нас спросить? Мимо прошли Юмика и Такара. О, Юми, где тут пляж? Обрадовалась на собаку. Иди на юго-запад, не ошибешься, улыбнулась она. Ты дура? Спросила ее Такара. Темя, не слушай ее, тебе на юго-восток. Она показала направление ладонью. У нее топографический кретинизм. «Спасибо», — поблагодарила сестра Казикаге, не особо понимая последнюю фразу, но запоминая ее. Очень скоро ее взору предстали необработанный дикий простор воды и песка. Пожав плечами, Тимари решила, что это лучше, чем вообще без ничего в песке и стала искать себе место расположения для получения загара. Облюбовав, наконец-то, что-то на ее взгляд более приличное и цивильное, Девушка достала голубое полотенце из сумки и разделила его на выбранном участке пространства. Намазав себя крымом для загара, она распустила свои хвостики и легла, прислушиваясь к удивительной песне океана, пробивающейся сквозь страшные и довольно отвратительные крики чаек, которые, похоже, царили здесь. Только она начала получать удовольствие от теплосолнечных лучей, как по ее телу попал злотень. Только дождя не хватало, подумала она, и тут на ее ногу упали две капли. Накаркала, дура. Девушка, у меня к вам будет необычная просьба, не позволите узнать ваше имя. Раздался довольно приятный мужской баритон, рассеивающий все ее неприятные мысли. «Отгородите солнце», — попросила она, использовав ладошку как козырек, посмотрела на парня, который посмел загородить солнце, подвергая ее риску получить неровный загар. Она не могла разглядеть его лица, так как солнце, обод которого окружал его голову, не давал ей этого сделать. Нара увидел потрясающие глаза цвета небеса и его стали мучить догадки и подозрения. «Простите, так как насчет ими?» Договорить он не успел, так как лучики солнца, осветив лицо незнакомки, оповестило его, что это очень даже знакомая девушка. «Тимари! А ты что тут делаешь?» «Да вот, отдохнуть и решила». «А ты?» — спросила она, решив поиграть с ним. «Прячусь. Еще вопросы?» Юноша упал рядом с ней. «От кого?» «Неужто от меня?» С некой издевкой спросила она. «Нет, от тебя я прятаться не хочу», — улыбнулся он, поглаживая ее по колену. «Шикомару!» «Не мешай солнцу делать свою работу!» Спылила она и опустилась на полотенце, закрыв глаза. «А разве я виноват, что ты на меня так действуешь?» Он провел языком по ее животу. «Идиот!» — заверещала она, ударяя парней по макушке. «Я же власть у для загара, а это сплошная химия. Иди теперь рот промывай!» Не унималась она. Хорошо, он подхватил девушку на руки и направился к океану, радостно приветствующего их. «Что ты собираешься делать?» — испуганно залепетала блондинка. «Смывать с нас дрянь!» — холодно ответил гений листа, заходя в воду. «Не смей!» Знаешь, сколько она стоит? Тимари начал бить Нара по плечам. Немедленно отпусти меня. Слышишь? Я кому сказал? Да ладно, ладно, только не истери. Юноша зашел в океан по пояс и подкинул вечно действующую ему на нервы женщину в воздух. А! -а, -а Раздался крик, а затем звук всплеска и множество брызг катило Шикамару с ног до головы. Псих! Выкрикнула Тимари, когда вырвалась из плена воды и встала на ноги. «Что ты ржешь, как угорелый?» Недовольно спросила она, откидывая с лица намокшие прилипшие пряди волос. «Да ты на себя посмотри со стороны!» — улыбнулся он, обнимая ту, без чьей улыбки не мог прожить и дня. «Очень смешно!» — буркнула она, доверчиво прижимаясь к нему, но потом ее как громом поразило. «Что ты себе позволяешь?» На собаку попыталась отстраниться от него. «Еще пока ничего!» — пожал он плечами. «А теперь многое!» Он провел рукой по поверхности воды, обрызгивая голубоглазую. «Да ты, да я тебя», — начала она, но не придумав ничего лучше, стала брызгать в него. Веселье продолжалось достаточно приличный отрезок времени, пока Нара не сдался на милость женщине, садясь на дно, вода ему так скрывала подбородок. Тимари опустилась на колени перед ним, заставляя тем самым его смотреть на ее грудь четвертого размера. Тимари, он сглотнул. «Да, Девушка положила свои руки на его плечи. «Я же не сдержусь», — парень еще раз сглотнул. «И куда же делась твоя лень?» С издевкой произнесла она, немного двинув плечами, отчего груди столкнулись и снова разъехались. «Ну, ты первая, перед которой она ушла», — признал Синара. «Шикамару, ты! Ну, ты! У тебя еще не было?» Удивилась Тимари, опускаясь на его колени, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. «Ну, я же не спрашиваю, было у тебя или нет?» Юноша завелся еще больше от того, что почувствовал ее упругие ягодицы у своей кожи. Недолго думая, парень начал ласкать девушку. Ее кожа казалась шелковой, его прикосновения будоражащими и умелыми. На собаку никогда бы не подумала, что он девственник, если бы он сам не признался. «Нет, подожди», она с неимоверной силой оттолкнула его от себя. «Что такое?» Удивился Нара, он не понимал, что с ней происходит. То сама кидается на него, как мартовская кошка, то строит у себя недотрогу и отталкивает. Не тут она вскочила на ноги и побежала к берегу. Как же это напряжно, протянул Нара, но поднялся и стал догонять девушку. Попалась, нагнав блондинку, он сжал ее в своих объятиях и повалил на песок. Шика! Договорить она не смогла, так как немного ленивый, но от этого еще более сладкий поцелуй занял ее рот, мешая голубоглазой говорить. Слегка щипнув ее нижнюю губу, парень отстранился, нависая над ней. Его волосы были мокрые, усеянные песком, они свисали по валу его лица и щекотали щеки девушки. Еще капризно буркнула она, обвив руками его шею. Нара склонился над девушкой, поочередно целуя ее соленые от океана щеки и уголки губ, с каждым разом приближаясь к самой серединке. Тимари уже чуть ли не стонала, ей все это чертовски нравилось, но одно не укладывалось у нее в голове, как лентяй, да к тому же еще и девственник, способен завести ее одним поглаживанием, поцелуем. Тимари, ты. На своих губах он почувствовал пальчик кунаичи из песка. Тес, ничего не говори, тихо прошептала она, чувствуя внутренней странную и бедра бешеную пульсацию его плоти. Подари мне то, что мы оба жаждем. Понял, не дурак, улыбнулся он и принялся покрывать ее лицо и ключицы медленными ленивыми поцелуями, которые только и делали, что заставляли ее желать большего. Быстрее, простонала она, прижимая его голову к своей груди, нет, он поцеловал ее выпирающий из-под ткани купальника и сосок, а потом прикусил его, заставляя тем самым на собаку выгибаться дугой. Прошу, она попыталась стянуть с него шорты, но ничего не вышло, поцелуя по плечам заставили руки стать ватными и не слушаться приказа мозга. «Ты лентяй!» — без сил выдохнула она, запуская пальцы в его волосы. «Может я и гений, но я лентяй!» — процитировал он себя же, потянув за веревку, и все нары такие и мы этим гордимся, юноша сжал одну грудь любимой, медленно начиная ее массировать. Вам бы женщин пытать, выдохнула она на одном дыхании, изгибаясь под ним. Мы верны только одной, и то, он медленно провел языком по ее груди, отчерчивая сосок, из линия, юноша слегка сдавил его губами и начал посасывать грудь той, которая теперь будет верен до гроба. Шикомару, я больше так не могу, простонала она, пока он медленно исследовал ее бюст, спускаясь руками к нижней части купальника. «Развяжи», — подсказала она, так он и поступил. Прохладная вода вырвалась между ног, лаская вход в ее промежность. Парень спустил с себя шорты, позволяя головке члена тереться ее малые половые губы. Тимари попыталась взять его и уже просунуть внутрь, как ее рука попала в плен из за запястье была отведена за голову. «Подожди», — прошептал он ей на ухо, прихватывая губами мочку ее уха больше нет сил, тихо прошептала она. На ней выступил пот, ее волосы окружали ее голову белым нимбом. Шикомар улыбнулся, я, целуя ее подмышечную впадину, позволил головке длинно войти. По всему пляжу прокатился грудной стон блаженства и нетерпения. Тимари так долго этого ждала, но ей опять выдали лишь часть, лишь кусочек удовольствий, заставляя сгорать от этой ниги, которая превратилась в пытку. Над ними пролетела чайка, издав поощряющий крик. Все птицы разом взмахнули крыльями и взлетели. В этот момент Нара полностью вошел в на собаку, заставляя ее кричать ⁇ Да-а -а 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 ⁇ Птицы полетели на скалы, оставляя соединившихся не только душами, но и телом в полном одиночестве. Шикомару двигался медленно и на раскачку по часовой стрелке, даря наслаждение тимари не под одним углом, а под разными одновременно. Блондинка сходила с ума, постигая один экстаз за другим. Она не знала, почему уже целую неделю его отвергала, чего она боялась в самый последний момент. Целых семь суток она могла впускать его в себя, получая в ответ райские ощущения. Когда в очередной раз она задрожала под ним, сжимая его орган, Шикамару поднялся к ней на облака, и они вместе спустились с небес на пляж, а волны все так же накатывали на их тела, пытаясь достать Тимари до талии, а Шикамару до середины бедер, и так и уходя ни с чем обратно в океан, с которым прощалась зашедшая на три четверти красное солнце. Хинута не могла преодолеть себя всю эту неделю для того, чтобы сказать Наруто что-то большее, чем «Привет, Наруто-кун». Она не хотела видеть его улыбку и слышать дежурную фразу «Привет, Хинута». Нет, она, конечно, это хотела и была довольна, но ей этого было мало. Все эти семь дней она наскребала смелости на осуществление своего плана. В ее мыслях она снимает перед ним кофту, Бриджи и в одном нижнем белье ложится на его кровать. Но ну вот чтобы это сделать. Хьюга понимала, что это нереально, но, тем не менее, она хотела сделать хоть что-то, чтобы быть счастливой. Пусть это все сейчас закончится, пусть она вернется в Канаху, там ей придется вступить в брак по указанию отца, но она должна унести капельку своего счастья с собой на всю жизнь. Хинута в эту пятницу решила все время быть в поле зрения Меджи, чтобы вечером он не искал ее. Он активно помогал всем жителям Мазуши, узнавая о них постепенно все детали, как они присоединились два утакна. окрестил компанию Учиха и Узумуки. Это поможет пятый с полным воссозданием картины передвижения Наруто и принятием решений относительно него и его приспешников. Он все подробно опишет в своем собственном отчете об этом, Нара же будет просто напросто лень. Хинота -то тоже слушала все эти истории, ей было все интересно, что каким-либо боком касалось ее любимого. Она не особо то с кем и общалась, точнее, она вообще ни с кем не общалась, хотя ее и пытались разговорить. Многие ей понравились, но вот только одна из всех присутствующих особ вызывала некое затаенное раздражение, но брюнетка с молочными глазами боялась этого чувства. Эта девушка чем-то напоминала Хинати саму себя, но вот чем? Она не такая как она, начиная от внешности и заканчивая характером. Да, на фоне бойкой компании, а особенно Юмика которая часто включала абсолютный пофигизм, Такара выглядела тихой скромницей. Но Хинута на фоне Такар выглядел глухонемым инвалидом. Наконец-то, наступил долгожданный для Хинаты вечер, все начали расходиться с территории железобетонных лесов. Солнце медленно, но верно ползло за линию горизонта, окрашивая небо в палитру теплых постельных цветов и оттенков, не забывая при этом делать мягкие облака еще более воздушными и романтичными, а резкие и более пестрыми. Хинута сама, вы идёте. В своем стиле задал вопрос Неджи, не нарушая той романтики, которая сейчас родилась в душе Хинуты и прибавляя ей решительность. Нет, Неджисон, я еще немного побуду на свежем воздухе, улыбнулась она. Я побуду с вами, тихо предложил он. Нисан, не стоит, я недолго, улыбнулась девушка и повернула голову к солнцу. Хорошо, он склонил голову, принимая распоряжение своей госпожи, и ушел. Хината облегченно вздохнула, половина работы сделана, осталось еще столько же, главное, чтобы решимость осталась. Подождав еще немного, она направилась в многоэтажку клана Узумуки. По дороге ей никто не встретился, что Хьюга было только на руку. Зайдя в подъезд, она вызвала лифт. Пока девушка ждала лифт, она уже начала сомневаться в правильности своей идеи. А что, если его сейчас дома нет? А что, если он не один? Двери лифта разъехались, приглашая девушку в свои зеркальные просторы. Она шагнула туда с некой опаской. Так, сейчас главное не струсить, настраивала сама себя брюнетка. Двадцатый. Она задержала палец над кнопкой, но потом поползла выше. Вот так, умница, Хината. А теперь, самое сложное. Двери лифта распахнулись, и она вышла на лестничную клетку с одной единственной дверью. Вдохнув побольше воздуха, девушка быстро подошла к двери и нажала на звонок. Наруто только вышел из душа, как в дверь кто-то позвонил. Обернув вокруг бедер полотенце, он направился открывать дверь, оставляя влажные следы на полу. Повернув холодную ручку замка три раза против часовой стрелки, парень толкнул дверь, улыбаясь гостю. Хинота услышала, как срабатывает механизм замка. Вот дверь приоткрывается и появляется безупречная улыбка Наруто, «Хината, привет!» — здоровается он. это! Проходи!» — блондин сделал шаг в сторону, давая густи дорогу и придерживая дверь. Хината мышкой яркнула внутрь. «Ты просто так или по делу?» — поинтересовался глава отстраивающейся деревни, закрывая дверь. «Я просто так, но по делу», — выдохнула девушка. «Чай будешь?» — спросил Наруто, получив в ответ кивок, отправился на кухню, завязывая собой гостью. На просторной кухне у Зумаки было светло, можно было бы сказать, что уютно, если бы не гора грязной посуды и упаковки рамена везде, на подоконнике, на тумбочках на столе. Но Хинуту это не смущало, она не замечала всего этого беспорядка. Заварив чай, Наруто поставил одну чашку перед Хинутой, другую взял в руку и облокотился об тумбочку. «Нос, с чем ты ко мне? спросил он, отхлебывая чай. Спасибо! Поблагодарила она его за напиток, смотря в пол. «Нарутакун, ты же любил Сакуручан!» «Да», — кивнул блондин. От этого движения капелька воды сорвалась в кружку с чаем с его отросших до плечи волос. А Сакурачина любила Саски Куна, тихо продолжала она. «Да», — так же тихо ответил Узумуки. Ему было больно поднимать эту тему. «А я всегда тебя любила, еще с трех лет, когда меня поймали хулиганы и заставили встать перед ними на колени», а ты заступился, но в итоге избили тебя. И сейчас люблю точно так же, как она любила его, а ты любил ее. Хина ты уже растеряла половину той смелости и настроя, который черпал внутри себя на протяжении недели. Перед тем, как я с Наджо ушли на эту миссию, отец мне сказал, что как только я вернусь, он познакомит меня с моим женихом. А потом будет свадьба. Хьюго сделал небольшую паузу, я не хочу всю жизнь подчиняться тому, кого я не люблю, но еще больше я не хочу спать с ним до тех пор, пока не рожа наследника в лучшем случае, а в худшем. Всю жизнь. Но мне будет не так плохо все это время, если ты подаришь мне одну ночь, закончила Хината и впервые посмотрела на любимого. Он слушал молча, не перебивал, давая выговориться ей, сказать все сразу. На его лице блуждала задумчивость. Он отхлебнул мне спеша чай, в то время... Как его гость нервно сжимала чашку в холодных пальцах, пытаясь хоть чуточку их согреть. Хината, прости, я не смогу тебе помочь. Наруто допил свой чай и посмотрел в окно. Ты не думала, что твой клан сделает, если узнает до свадьбы. Муж, может, промолчит, чтобы не потерять единственную веточку, выведшую его из побочной семьи. Но это маловероятно. Бьякуган ведь это видит. Наруто, ты не понимаешь. Скочила Хинута, такого запала она сама от себя не ожидала. Я не хочу всю жизнь страдать от того, что сама себя сгубила, от того, что не попробовала. Она села, спрятала лицо в ладони. Прости, Нарутакун. Хинута, парень сел перед ней на корточке, она видела его ступни на ковре, я уверен, что ты пожалеешь, если я соглашусь, он говорил тихо, спокойно, и убедительно, слегка касаясь ее спины. Я буду вечно себя винить, если узнаю, что по моей вине ты страдаешь. Хинута от последней фразы вздрогнула. Наруто понял это по-своему. Ну-ну, не надо, не плачь. Он притянул ее к себе и стал гладить по голове и спине. Ты не понимаешь, тихо прошептала она, вдыхая его запах смешанный с шампунем или гелем. Так объясни, так же тихо прошептал он. Узумаки не понимал, что изменилось, но ему стало очень приятно сжимать хинуту в своих руках. Ему было приятно чувствовать ее дыхание на шее, ему было приятно чувствовать шелк ее волос под рукой, ему было приятно, что к его груди прижималась девушка. Не просто девушка, а именно Хинута Хьюга. «Я уже говорила», — тихонечко сказала она, коснувшись ладошкой его приз. «Могу повторить. Не стоит, Наруто не хотел разрывать их объятия, но понимал, что рано или поздно придется это сделать. Наруто-кун, пожалуйста, прошу тебя, сделай это», Хината зажмурилась и внутренне съежилась. Девушка с глазами цвета и не уже решила, что если он сейчас ее алкнет, то она сдастся и уйдет. Но Наруто подался внутреннему голосу, инстинкту зову природы. Он спустил одну руку чуть ниже Талии Хинуты, а другой приподнял ее подбородок и поцеловал. Хинута тут же вспомнила, что она находится так близко к Узумуке и покраснела, ощущая всю прелесть неизведанного. Она чувствовала, как язык блондины исследует ее ровный ряд зубов, затем ее щеки, небая, наконец, язык. Хьюга попыталась ответить Наруто на его ласки, но поняла, что все получается неуклюжим и неправильным. Когда парень отстранился от нее, она робко посмотрела ему в глаза. Они внимательно изучали ее, лучаясь чем-то таким, что для нее еще ни разу не было предназначено. Что же ты не сказала, что даже не целовалась? Он нежно улыбнулся и заправил прядь волос за ее ухо. Хината лишь смутилась и опустила голову, взгляд ее упал на полотенце, которое уже топорщилось и грозилось оголить хозяина. Девушка смутилась еще больше. Наруто сам не понял, как возбудился от одного поцелуя, но решил, что забивать свою голову такими рассуждениями ему не надо. «Наруто-кун, ты же не остановишься!» С надеждой в голосе проговорила Химата. «Ты этого точно хочешь?» В ответ лишь кивок. И жалеть не будешь. Опять, получив кивок, он подхватил ее на руки. Думаю, что на кровати это будет удобнее делать, ответил он на ее немой вопрос. Наруто не понес Хинута в свою спальню, вспомнив, какой там беспорядок, хотя раньше ему было абсолютно безразлично, что там и как лежит. Хината увидела, как из кухни, где все было цвет ореха они переместились в зал с синим диваном, на котором лежали две желтых подушки и с двумя желтыми креслами с синими пуфиками. На желтых обоих с синими перьями висела большая картина. Там было нарисовано небо и поле всевозможных желтых цветов. На противоположной стене, в которой были повернуты диван и кресла, была большая застекленная стенка, а внутри всевозможные желтые, синие и голубые дополнения. «Наруто, а кто занимался дизайном?» — спросила она когда они подошли к дубовой двери. «Ядзакуми», — ответил Узумаки, открывая дверь. Хината вспомнила молоденькую девушку с длинной косой и улыбнулась. Она единственная, кто настойчиво пыталась выведать у Хинуты, нравится ли ей глава ее клана или нет. Наруто аккуратно опустил Хьюга на постель персикового цвета с множеством подушек. Он не выбрал эту комнату как свою спальню именно из-за этих подушек. Он не знал, для чего они нужны и зачем их так много. Прохладное покрывало заставило пробежать по коже девушке-мурашки. Она сдвинула ноги поплотнее, а руки раскинула в стороны, пытаясь обхватить всю постель. Наруто тяжело вздохнул и выдохнул, пытаясь держать себя, чтобы не наброситься на нее, как изголодавшееся животное на кусок мяса. Наруто навес над ней стал покрывать ее лицо поцелуями, хиноте было приятно все это. Она попыталась поймать его губы своими, и это у нее получилось. Узумаки с удовольствием приник к ее губам, нежно, но настойчиво, по-хозяйски исследуя каждый из закоулок этих глубин. Девушка прогнулась под ним, с ее губок сорвался стон, Хима то испугалась этого и сжалась. Голубоглазый тихо рассмеялся. Глупышка, улыбнулся и он, проведя четырьмя пальцами по ее щечке, а пятым по приоткрытым губкам. Естественный стон, который выходит вот отсюда. Он провел своей рукой по ее шее и остановился на ложбинке между грудями. Самый лучший стимулятор для продолжения. Наруто провел рукой по одной груди партнерши, мысленно удивляясь, от чего они могут быть такими большими. Хинота робко прикоснулась к предплечью юноши и провела вверх по его руке. Она поняла, что ей так неудобно и села, облокачиваясь на все то море подушек, применение которым глава Узуши не знал. Наруто немного придвинулся к брюнетке и стал стягивать с нее обтягивающую кофту. Хината немного смутилась, повернула головку в сторону, отвела взгляд на край кровати и попыталась закрыться руками и поджатыми к груди ногами. Хината, я не перестаю удивляться, ты такая красивая, и все время от всех эту красоту прячешь. Узумаки вспомнил, как она всегда ходила в мешковатой кофте, а на экзамене на Чунина оказалось, что у нее довольно тонкая талия уже первый с половиной размер, когда у всех с их выпуска из Академии только Ирили Нулевой набирался. Также он вспомнил, как видел прелестную девушку у водопада, и тут до него дошло, что это была именно Хината. Он ведь тогда решил, что если найдет ее, то полюбит, ведь не видя ее лица, он в то мгновение решил, что он есть девочки красивее Харуна, но он не стал слепо гоняться за тем, чего по своей невнимательности не видел. Он продолжал гоняться за Сакурой, но понимал, что она никогда не будет с ним. Он также вспомнил, какой она носила мешковатую ветровку, скрывающую ее богатство и оружие массового поражения многих мужчин, но теперь он почему-то решил, что ей надо продолжать ее носить, он не хочет, чтобы кто-то увидел ее такой кроме него. Поймав себя на этом, он потянул ее кисть руки к своим губам и начал целовать каждый пальчик. Хинати были приятны его прикосновения, от них по коже шло тепло. Грудь стала тяжелой, она почувствовала, как соски напряглись, а между ног стало влажно. Наруто тем временем прошелся поцелуями по всей ее руке и плечу, сейчас он целовал ее шею, оставив небольшую метку о себе. Из груди девушки вырвался приглушенный стон руки голубоглазого бродили по ее спине, и тут они слегка поддели резинку ее штанов и стали их спускать, Хинута приподняла бедра, помогая возлюбленному. Ненужная вещь полетела куда-то в сторону окна. Хината потянула за край полотенца, но Наруто не позволил ей раздеть себя. «Я и так слабо контролирую себя, неужели ты хочешь, чтобы твой первый раз был болезненным и мучительным?» Прохрипел он, отвлекаясь от ключицы груди девушки с серыми глазами. Хината испуганно убрала руку. Узумаки не мог найти застежку на бюстгальтере брюнетки. Спереди, шепнула она, Наруто губами раскрыл застежку, смотря на шею Хьюга. Хината откинулась на подушки, она чувствовала какую-то ноющую неудовлетворенность внизу живота и стонала от каждого прикосновения. Наруто прекрасно видел состояние девушки, но хотел дождаться ее иступления. Он приподнял ее груди на ладонях и опустил, завороженным наблюдая, как они вздымаются и опускаются при каждом вдохе-выдохе. Он медленно покрутил между большим и указательным пальцем один ее сосок, заставляя девушку с чистой кожей без единой родинки и веснушки выгнаться дугой. Другой сосок он слегка прикусил и провел по нему языком, Хината шумно выдохнула, Наруто стал медленно спускаться поцелуями к ее животу, Хината попыталась сдвинуть ноги, но рука Узумаки не дала ей этого сделать. «Не бойся, я не причиню тебе боль», — и мелодично произнес он, поглаживая ее бедро. Хината постепенно расслабила ноги и немного их раздвинула, Обладатель глаз цвета весеннего неба стал поглаживать внутреннюю часть ее бедра. Девушка не зажималась, тогда парень прикоснулся к ее лону через ткань трусиков. Хьюга тут же сжала ноги, так как сиренеизведанные ощущения не были настолько чувствительны. Блондин понял все по-своему. «Если ты передумала, то скажи, и я прекращу», — сказал он, сглотнув. «Нет-нет, Нарутакун, я хочу». Впервые за эти два часа подала Асипшит волнение и желание голос Хинута. Раздвигая ноги, Наруто улыбнулся немного сильнее и раздвинул ножки девушки, снова притрагиваясь к ее трусикам. В этот раз Хината сдержалась от соблазна сдвинуть ноги вместе. Она прислушивалась к своему телу в том месте. Она отчетливо ощущала пальцы любимого через шелковую материю, она отчетливо слышала приятное покалывание и что-то ноющее, требующее большего внизу живота. Девушка инстинктивно слегка двинула бедрами навстречу пальцем Узумуки. Думаю, что это можно снять. Они так уже все мокрые. Улыбнулся он, начиная немедленно стягивать партнерши трусики. Хинута помогла ему, приподнявшись. Узумаки посмотрел на сокровищницу Хинута и так и застыл. У распутных девок в веселительных заведениях кожицы была противно розовых оттенков, иногда встречались коричневые или красные, но такого нежного цвета розовых роз он еще не видел. Хината напряглась, она думала, что что-то не так. Наруто увидел, как жались ее половые губки и шумно вдохнул. «Расслабься, пожалуйста», — попросил он, проведя пальцем по ее лепесткам. Хинота слабо кивнула, но сделать то, что просил Узумаки, не смогла, теперь ей было стыдно, а когда он прикоснулся к тому месту, по ней пробежала волна дрожи. «Ну, ладно, подождем», — решил Наруто и стал снова целовать грудь Хуга. Спустя некоторое время он добавил к своим ласкам ласку клитора девушки. Хината уже не пугалась таких ощущений, она жадно ловила их. Хьюга надоело быть не на равных Сузума, и она резко потянула за край белого полотенца. Оно без проблем упало на кровать, а Хинута расширил глаза. Она не представляла, что его достоинство будет настолько велико. Нет, она, конечно, видела, что у него в штанах с помощью Бьякугана, но то, что это может увеличиться в два с половиной, почти в три раза. Теперь она не знала, как этот орган должен уместиться в ней. Наруто лишь улыбнулся такой реакции девушки. Все, кто видели его дружка охали, но они-то были уже опытными и о их чувствах заботиться ему даже не приходило в голову, хотя они кричали со слезами на глазах, когда он в них входил. Теперь же ему надо быть очень и очень осторожным. Немного помассировав подушечкой указательного пальца вход в лону Хинуты, он проник в нее одним пальцем. Девушка часто задышала, так как это ноющее чувство сначала отступило, а потом усилилось. Она чувствовала его палец внутри себя, она чувствовала, как он шевелит им, массируя ее стенки. Наруто отметил для себя, что Хьюга очень мягкая внутри. Без зазрения совести, парень просунул в ее лон еще и средний палец, он вошел легко из-за естественной смазки девушки. Из груди Хьюга вырвался стон. Ей было уже неприятно. Она чувствовала, как его пальцы тянут какое-то неощутимое до этого кольцо внутри нее. Узумаки втолкнул еще один палец внутрь девушки и уже сам почувствовал, что Хинота чувствует дискомфорт. Вздохнув, он понял, что Хиноте придется несладко. Потерпишь немного, или мне лучше не продолжать? – спросил он. Потерплю, выдохнула Хинота с облегчением, когда он вытащил из нее свои пальцы. Наруто подставил головку членок в ходу хьюга и слегка подвинул бедра вперед. Головка проскользнула внутрь и наткнулась на преграду, ее тут же обхватило теснее мышцами. Хинута, прошу, расслабься, пожалуйста, вздохнул он. Хорошо, произнесла она, расслабляясь, и вдруг резкий толчок, тупая боль, она даже не смогла ее выпустить через крик, так как ей сперло дыхание на выдохе. Она лишь выгнулась, опираясь головой на подушки и пуская дорожки слезок. «Ну-ну, ты не плачь, ты вдохни, теперь станет легче», – приговаривал Наруто, вытирая ее слезы. Хинута поверила и попыталась дышать, действительно стало легче, но боль продолжалась. Уже не такая не яркая, но мышцы способны ее помнить и бояться, чтобы не получить второй порции. «Ну, вот, все уже проходит», – шептал парень на ушко, поглаживая тело Хинуты. «Ты уже не стонешь от боли, да и слезы уже не бегут», — улыбался он. Хинота слабо улыбнулась в ответ. Узумаки оказался прав. Голубоглазый начал медленно двигаться, брюнетка то шумно вдыхала, то выпускала с губ что-то среднее между стоном и криком. Блондин не пишил, он двигался осторожно, будто от этого зависела его дальнейшая судьба. Постепенно Сероглазая стала чувствовать только наслаждение от движений Наруто. Она сама попыталась двигаться вместе с ним, подстраиваясь под его темп, но Узумаки все время ускорялся, начиная тихо рычать. Хината уже не сдерживала себя, она только придерживала груди, сжимая их, и стонала, получая ту прелесть, о которой как ты судачили Тимари, Хисми и Вани, которые она невольно подслушала. Теперь она понимала, о каком теплом комке скоплении удовольствия они говорили. И вот, этот комок взорвался, пронизывая каждую клеточку, каждый волосок теплым и удовольствием. Она тяжело дышала, а блондин все еще продолжал двигаться. Хината сначала не могла это терпеть, ей было неприятно, слишком чувствительными стали ее органы, но вскоре к ней вернулась та приятная нега, которая накапливала клубок тепла где-то глубоко внутри. Она обхватила шею Узумаки руками и поймала его темп, двигаясь навстречу. Запах его пота, запах ее пота и запах их любви пьянил ей голову. Она провела рукой по загорелой груди Наруто, путаясь пальцами в без того светлых, выгоревших колечках волос. «Сейчас, моя сладкая, пылу простонал он, делая особенно глубокие и резкие толчки». Хината почувствовала, что что-то горячее заполняет ее, и в этот момент тот комок тепла снова взорвался, заставляя ее кричать на пике апогея. «Прости», — прошептала Наруто, опускаясь на нее. «Все хорошо», — прошептала она, улыбаясь, «так даже лучше». Женщина обняла его за шею руками и немного раздвинула ноги, чтобы ему было удобнее лежать. «Если у меня будет малыш от тебя, Нарутакун, то я стану самой счастливой на свете», — подумала она, погружаясь вслед за любимым в сладкую дымку сна. Наджи проснулся как всегда за несколько минут до восхода солнца, по привычке, выработанной и еще в то время, когда он тренировался под началом Гая Синсия, юноша решил пробежать несколько километров, но его затем сегодня было не суждено сбыться. Когда он вышел из подъезда, то ему на глаза попались штаны Хиноты. Подойдя к вещи, он поднял ее и посмотрел на дом. Окна в комнате Хиноты были закрыты. Бьякугом. Вены на висках парня вздулись. Хиноты в квартире не было, Хьюго заподозрил неладно и начал проверять каждую комнату в каждой квартире. «Этого не может быть», — прошептал он. «Узумаки, я тебя евнухом оставлю». В сердцах высказал он, увидев свою госпожу в его войне, а ее вещи разбросанными по всей спальне. Пули взлетев по лестнице, обладатель глаз цвета белого кварцита нажал на кнопку звонка. «Узумаки! Немедленно открой!» Барабанил он в дверь. «Пятнадцать минут до этого!» Хинато сонно разлепила глаза, она не сразу поняла, где находится и вскрикнула, испугавшись обнаруженного мужчину в постели. С добрым утром, улыбнулся Наруто, сгребая в охапку перепуганную брюнетку. Ты как? С добрым утром, Наруто-кун, девушка с глазами цвета и не вспомнила вчерашнюю просьбу, и что из этого вышло. Я. Все в порядке, улыбнулась она. Вот и хорошо, блондин поцеловал молодую женщину в плечо. Тебе чай или кофе? Чай, робко сказала она, улыбаясь приятному пробуждению. А можно я душ приму? Конечно, закивал голубоглазый, выпуская брюнетку из кольца рук. Не смотри на меня, Хинута думала, как бы ей проскользнуть в ванную, а потом обратно, Наруто же рассмеялся. Наруто, Хьюга осуждающий посмотрела на джинчурики. Нет, ну это вообще бомба, значит, вчера не стеснялась, сама просила, а теперь боишься, что я тебя увижу, он все-таки закрыл глаза. Все, ничего не вижу. Хината натянула ему на лицо простынку и под очередной взрыв смеха побежала в ванную. Задвинув защелку, брюнетка глубоко вздохнула и выдохнула, потом осмотрелась и нашла большое зеркало. Посмотрев в него, она увидела новую себя. «Ну, наша мечта сбылась», — тихо пролепетала она, улыбаясь. «Теперь можно навек себя заточить». Вспоминая Нартукуна, Сероглазая включила воду и попыталась не обращать внимания на тянущую боль внизу живота. Узумаки услышал бегущую воду и встал. Увидев маленькое пятнышко крови, он вздохнул. У него еще никогда не было такого непонятного настроения. Ему сейчас хотелось обнять Хинуту и никуда не отпускать, но что-то не давало ему это сделать, что-то заставляло его тормозить. Глубоко вздохнув, Блондин пошел в кухню. Ему вдруг стало неудобно перед за зато, что она видела весь этот беспорядок. Поставив на плиту чайник, он принялся убирать коробки из потрами на быстрого приготовления в урну. Покончив с этим делом, юноша взял вафельное полотенце и протер стол. Оставшись довольным проделанной работой, он хмыкнул и достал чистые чашки чай. С чего это такие изменения? Удивился Курама. Надоело в этом бардаке жить. Посуду помой, Узумаки посмотрел на гору в раковине. Я не дружу с водой. Почему? Удивился Наруто. Там микробы, Диман Лис искривил черные губы в ухмылке. Ты сам большой и вредный микроб, фыркнул блондин, намазывая масло на хлеб. Фу, ты бега, как ребенок надулся девятихвостый, но стал мыть посуду. Раздался звонок. Кого это так рано принесло? Удивился Наруто. Узумаки немедленно открой!» Раздался истошный крик, а за ним последовали удары по двери. «Ты попал!» — хмыкнул Курама, прячась в джинчирике. «Да иду я, иду!» — сказал Наруто, открывая дверь. «Узумуки! Я тебя убью!» — заявил Шатен с порога. «Нет же, успокойся!» — Наруто поднял руки в примирительном жесте. «Мне говорит, чтобы я успокоился тот, кто стоит передо мной без трусов!» «Что?» «Ой, минуту подожди», — улыбнулся блондин, заведя руку за голову, и быстро скрылся за одной из дверей. Раздолбай, вздохнул Хьюго, заходя в квартиру. «Неужели она его выбрала?» «Нет, она этого сделать не могла». «Что она не могла сделать?» Перед парнем уже стоял одетый хозяин всех апартаментов. «Ты что с ней сделал?» Меджи прижал голубоглазого к стенке. «С кем?» Три раза хлопнул глазами Джинчурики. Узумаки, не беси. С ты. У юноши забилась жилка на виске. Ну. Женщина ее сделал, пожал плечами Блондину и почувствовал сильный удар в живот. Может быть, тебя импотентом сделать? Слух предположил Хьюга. Подожди, тяжело дыша, прервал его Наруто. Не хочу, чтобы она стала свидетельницей твоей заботы. Давай на улице разберемся. Тут ты прав, Хьюго резко развернулся и потащил за грудки блондина. «Я и сам дойду», — тихо сказал Джин Чирики, пытаясь не врезаться в стену лифта. Наджи отпустил его и, когда открылись двери, последовал за ним. «Ну, начинаю», — Наруто развернулся к гению клана Хьюга. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Если кто-то узнает, то в лучшем случае она станет изгоем в побочной ветве», — вроде бы спокойно начал Наджи. «Знаю, я ей об этом говорил», так же спокойно ответил Узумаки. «И ты настолько туп, что выполнил ее просьбу?» — удивился Хьюга. «Ну, я и свою прихоть удовлетворял», — неуверенно произнес голубоглазый блондин. «Дебил!» — Курама схватился за голову, носясь туда-сюда по своей клетке. «Дебил!» — Лис стал биться головой о решетку. «Вот фиг я тебя лечить буду!» «А мне и не надо!» — Узумаки показал демону язык. «Он тебя инвалидом сделает!» Заслужил. Дебил. Девятихвостый снова принялся бегать туда-сюда. Ты за это поплатишься, Хаки Хикуни Джухачишо. Квартира Наруто. Хината вышла из ванной, укутанная в рыжий полотенце. Наруто в квартире не было. Девушка обрадовалась этому и быстро стала одеваться, вот только штанов своих она не нашла. Тяжело вздохнув, она решила подождать Узумаки на кухне, но, Проходя мимо двери, она заметила на пуфике свои штаны. Одев их, девушка решила, что Наруто никогда бы не сложил так аккуратно вещи. Нисан, догадалась она, быстро одев штаны, Стримглав побежала на улицу. Находясь в лифте, она, как закодированная, повторяла про себя одно единственное, только бы успеть, только бы успеть. Оказавшись на открытом воздухе, брюнетка растерялась. Куда идти? Но вот она услышала голос Наджи Хаки Хикуни Джухачишо. побежала в ту сторону, откуда услышала крик. Наджи избивал Наруто, а тот не защищался, улыбаясь чему-то, невзирая на боль от 128 ударов. Ниисан, Перестань, не надо!» Пыталась остановить брата девушка. Наджи взглянул на кузину, но не прекратил своего занятия. Хьюга Ноджу Индицу Хинута сложила печати и проклятая печать побочной ветви Хьюга сковала Ноджи. Ниссан, брюнетка подбежала к Шатену и схватила его за плечи. «Прости, пожалуйста», — она прижалась к широкой груди брата, сцепив руки за его спиной. «Прости, Хинута сама, превозмогая дикую боль», — произнес он. «Вы поступили правильно, ведь я слушался прямого приказа». Ниджи, Хинута, давайте забудем об этом инциденте», — предложил Узумаки, вытирая кровь с губы. «Тебе к врачам надо», — холодно заметил длинноволосый шатен. «Курама справится», — усмехнулся блондин, скривившись от глубокого вдоха. «Ну вот, опять Курама», — запричитал лис. «Помой посуду, вылечи меня, помоги мне, это сразу надо выполнять, а как только самое интересное начинается, так сразу меня запирают». «Хорошо, что замок не закрывает». Шесть ребер в нардовом порядке, возмутился он. Двое суток будешь творожком и сметаной питаться. А рамен? Удивился голубоглазый, за что получил за трещину от хвостатого. Какой двухвостому под хвост рамен? Кальций нужен, кальций. Наставлял девятихвостый джинчерике, пока тот шел в свою резиденцию. Заткнись. Может, к такаре сходим? Предложил лис. Она же медик. Может, ты сам справишься. Идиот! Я тебя лечить не буду. Ага, ага! Лучше Карин, а то меня меняйтесь, мужчине нервирует, Узумаки вспомнил, как девушка помогала ему после того как они помогли им избавиться от преследователей. Как только Хинута услышала последнюю фразу, ей стало плохо, она сжала руку брату: Что с вами, Хинута, сама? спросил Наджи. Ничего, не сан, просто я поняла, чем мы с токарой похожи. Кристальная слезинка скатилась в щеки девушки. Нам надо вернуться в деревню как можно раньше, произнес Ноджи, вытирая капельку с лица госпожи. Да, тихо согласилась она, а внутри все разрывалось от боли. Она не хотела оставлять его, она не хотела его делить. Четыре часа спустя. Главная площадь зашла Гакури. Это все та виноват, уже в который раз повторяла блондинка эту фразу, переваливаясь ноги на ногу. Женщины! В очередной раз протянул брюнет, также переваливаясь ноги на ногу. «Камисама, за какие грехи ты направила меня вчера на пляж, где отдыхал этот тупица?» «О, что-то новое», — заметил гений Листа. «К твоему сведению, мой мозг развит намного лучше, чем твой. Врача!» Закричала Тимари, завидев Юмика. «Тебе такары надо», — помахала рукой девушка. «Где она?» — задал вопрос Нара. «Фуджина лечит». — улыбнулась девушка со свитком на поясе. Он опять с Рейджином поспорил. «На что же?» В глазах на собаку заплясали искра любопытства. Они поспорили на то, что Фуждин не сможет разбить головой скалу. В итоге оказалась разбитая скала, и голова. «Ой, а что это с вами?» Юмика увидела красные пятна и волдыри на коже парочки. Обгорели. Хором ответили командиры разных поисковых отрядов, Продолжая переваливаться в сторону больницы, а что так орать? Тихо спросила саму себе девушка, когда утки подошли к длинному трехэтажному зданию. Двадцать минут спустя. Это как вас так угораздило? Спросила единственный медик в деревне, разглядывая ожоги на телах двух пострадавших от природы. Заснули на пляже, покосившись на шикамару, ответила блондинка. Причем как позлы, добавила Токара, улыбаясь. Вместе заснули почти в обнимку, зевая, протянул Нара. Как мило и романтично. Ладно, хватит об этом. Вас лечить около недели, вздохнула она, складывая ладони над голенью Тимари. Зеленоватое свечение приятно ласкало кожу, заставляя забыть о боли. Я лениво поинтересовался Шикомару. Терпи, мужчина, хмыкнула Тимари. Час спустя. Шикомару, ты не понимаешь, нам позарез, как нужно в канаху, пытался втолковать Наджи. «Почему?» «Объясни, я отпущу вас», — невозмутимо повторял Нара. «Это напрямую касается нашего клана и в частности Хинуты», — уклончиво ответил Хьюга. «А поточнее?» «Я не экстрасенс». «Нара. Ты тут хоть месяц лечись, а нас отпусти». «Шика, отдай полномочий Наджи и перестань строить из себя не пойми кого». Вмешалась в разговор Тимари. «Вот, видишь, что тебе умная девушка говорит. — надавил Хьюго. «Хорошо, только отстаньте от меня», — сдался Брюнет. Спорили двадцать минут, пока не вмешалась женщина, в своей манере произнес Шина. Итак, уходит Мацури, Конкура, Шина, Наджи. Узумаки запнулся, посмотрев с какой-то толикой печали на девушку. Хината. Тимари и Шикамару лечится еще неделю у нас. Я все правильно понял? Да, многоголосый хор голосов со всех сторон оглушил Наруто. Помните, что мы всегда будем рады вас здесь видеть, улыбнулся Узумуки. Заглядывайте, Идзакуми дарила Конкура особым взглядом. Пока Гару не сделает тебя своей женой, ничего ему не говори, наставляла Тимари Мацури. Да, и если крапузы пойдут, то меня в качестве крестного ждите, добавил Наруто. Так ему и передай. Хорошо, пообещала Шатинка с большими кайрими глазами. «Наруто-кун, я тебе благодарна», — сказал он на прощание Хинута, прежде чем исчезнуть с деревьями точно так же, как и остальные. Хинута! если что-то случится, я себя никогда не прощу», — тихо сказал он в пустоту. Ветер стал откидывать волосы парни с лица, да найся легкий, едва различимый аромат Хьюга до да Наруто. Она смогла заменить Харуна. Спросил Учха, когда все уже ушли, а блондин все еще стоял на этом месте. Лучше, как-то печально улыбнулся он. Она была моей несбыточной мечтой, которая не осуществлялась только из-за моей невнимательности и идиотизма. Но я ее потерял навсегда, хотя и получил ее любовь и ее душу с телом. «Брат, ты бака!» — хмыкнул Саски, понимая, что Наруто что-то натворил, за что себя теперь винит. «Ага», — кивнул он. «У вас секс был?» — напрямую спросил он. «Саски!» — взорвался блондин. «Значит, был а ты думал, что у импотентов не встает. Учха дружески толкнул парня в плечо. Учха! Мать твою! Узумаки двинул другу в поддых. Саски засмеялся, лежа на теплой земле и смеясь по-настоящему, как когда-то, когда все было хорошо, когда весь его клан был жив, Айтачи, подбросив его в воздух и уложив на мягкий ковер в игровой, начинал его щекотать. Что ты ржешь? буркнул обиженный блондин. Да, я его вот думаю и не могу решить, опять взрыв смеха. Из-за чего ты обижаешься? Очередной взрыв. От того, смех, что я тебя импотентом назвал, хохот, или из-за Да он вообще нифига не понял, присоединился девятихвостый кучха. Курама. А что Курама? Чуть что, так сразу Курама. Возмутился Лис. Запро. Огрызнулся Наруто, Саски опять взорвался смехом. Учха. Да ты справился. Возликовал блондин. «Что?» На черных глазах вылилось ведро холодной воды. «Я контролирую свои эмоции». Опять эта маска вздохнул глава деревни. «А ну, снимай ее!» Узумаки начал тянуть друга за щеки. «Придурок!» «Отстань!» Саски пустил легкий разряд щедари через друга. «Ах так!» Узумаки двинул Саски в челюсть. Учиха такого не ожидал. «Катон, хасенка на дюцу!» Множество маленьких огненных шаров полетели в сторону Узумаки, но Курама их все втянул в себя и выпустил одной струей в Саске. Курама, не мешай нам. Ну вот, только повеселиться хотел. Ну, как хотите, пожал плечами Лис и стал смотреть за рукопашным боем два ум. Шашириндан. Саски пнул Узумаки в воздух и попытался вбить ногой в землю, но Наруто перехватил его ногу и вертушкой отбросил в сторону. А, Голубоглазый бежал на товарища с готовым кулаком, но промазал, так как Учиха присел, делая ему подножку. Кубарем прокатившись по земле и врезавшись крестцом в дерево, Узумаки попросил помощи. Сасочка, подними меня, Сасочка! Что? запищил брюнет, прокашлялся и переспросил. Что? Учха, мать твою, помоги мне! Заорал на него блондин. Я, кажется, себе руку вывернул. Ха-ха-ха-ха. Залился сучиха, забывая о том, как его окрестил лучший друг. Да не ржи ты, достал. Ну и лежи так. Энит. Сасочка. Голубоглазово перебил успокоившийся мститель. Не коверкай мое имя. Насопупик. Че? Не понял блондин. Парня, я с вас не могу, усмехнулся Курама, обвивая одним из хвостов узумуки. «А, -а, а. Заорал Наруто от резкой боли в бедре и предплечье. О, ты ногу вывернул, прокомментировал Курама. И без тебя понял, буркнул блондин. А... Осторожнее, Наруто, ты это. Прости, выдавил с себя очка. Забей, махнул рукой обладатель глаз цвета неба. Больница. И как это тебя гораздило? Спросила Карин Наруто после пятиминутной череды матов и ругательств. А вот так вот, пожал здоровым плечом изумуки. «Не дергайся», — попросила Такара, перебинтовывая плечо блондину. «Хорошо». «Так ты мне скажешь?» — настаивала красноволосая. «Нет, ни черта он тебе не скажет», — прояснул в кулак Курама. «Заткнись», — бросил Наруто. «Крови моей не получишь», — произнесла Узумаки, поправляя очки. «Почему?» «Лицо Наруто надо было видеть». «Не двигайся», — напомнила Такара. Ее руки и Лили касались кожи голубоглазого, но она чувствовала себя как на иголках. Девушка старалась не смотреть на широкую загорелую грудь главы деревни, на его мышцы, так манящие прикоснуться и проверить их твердость на ощупь. Да не дергайся, я, кивнул Наруто. Ребра у тебя были всегда то переломаны в некоторых местах, а тут тебе уже все вправили, а ты теперь лежи и отходи. Карен, да ты издеваешься. Ня, -а, улыбнулась она. Ой, Зая, мне тут надо на деловую встречу с родом моральным сходить, так что это за бедренный сустав ты перевязываешь? Обратилась она к Шатенке и исчезла за дверью. Зая? переспросил Наруто. Это в честь чего тебя так окрестили? Удивился он. Не знаю, Такара еле вымолвила эти слова. Ее сердце сначала пропустило несколько ударов, а теперь билось как сумасшедшие. Наверное, она так ко мне обратилась, чтобы я меньше сердилась пожала на плечами, закрепляя повязку на плече парня. «А что ты так покраснела?» «Жарко!» — предположил Узумаки, медик лишь кивнула. «Я окно открою», — вызвался девятихвостый. Поток воздуха ворвался в палату живительной прохлады и откинул несколько прядей на лицо девушки, начавшую перевязку второго сустава. Наруто дотянулся двумя пальцами до лица Такара и заправил непослушные пряди за ухо девушки. Она подняла на него слегка рассеянный взгляд. «Я хотел поправить», — пояснил парень. Девушка опустила голову вниз и пыталась не смотреть на внушительную выпуклость на плавках и тем более не касаться ее. Вдруг у нее что-то защекотало в носу, и она чихнула. Ее рука оказалась на том, что еще утром хотел оторвать представитель клана Хьюга. Глаза девушки в ужасе расширились, Наруто не мог себя сдержать, его плоть почувствовала тепло женской руки и отозвалась. И тут дверь открылась, в палату вошел Учха. Хм, улыбнулся он уголками губ. А ты, как я посмотрю, времени не теряешь. Что, не смогла она тебя от Сакуры оторвать? На досок так идти нет. Ладно, не буду вам мешать, он закрыл дверь и взорвался диким смехом, ударяя в стены коридора. Учха. Ты не так все понял. Заорал блондин, но Саски уже ушел и не слышал его. Прости, такара смутилась и убрала руку. «Ты не виновата», — произнес блондин, задумываясь над словами друга. «Да». А это уже думал, что ничего веселого не будет за то время, что мы в больнице проведем, Курама расплылся в улыбке. Такар быстро и молча делал свою работу, Наруто с неимоверным усилием смог успокоиться. «Эй, ну вы чего?» Ушки лиса стали опускаться, а черные губы переставали казаться натянутыми. «Ну и молчите», — надулся он и исчез в Чирике. Такара закрепила бинты и холодно произнесла «Отдыхайте, Нарута сама». «Ага», — Растина ответил Узумаки, он все еще думал над словами Чха. Иначе бы он возразил девушке на то, что она перешла на «вы». За медиком тихо закрылась дверь, и только присутствующий аромат миндаля и розы напоминал о ее присутствии, но и его рассеял ветер, ворвавшийся в распахнутое окно. «Она должна жить!» Раздался грубый голос в темноте, заискрилась Чидари и девушку с розовыми волосами подкинула в воздух. «Нет!» — закричал блондин, пытаясь поймать ее, на его сковывали лицепи. «Ха-ха-ха!» Брызжа слюной, рассмеялся мужчина, выходящий из тени. «Арчмару! Прекрати свои идиотские опыты!» Заорал Зумки, что он есть силы. Наруто, прохрипела поднимающаяся с пола Харуна. «Я жива! Я получу Саски, когда мой повелитель получит его тело!» Сакура. Нет. Наруто еще раз рванулся, но цепи сжались и он начал задыхаться. Сакура, ты же хочешь получить учиху? Искривил свои змеиные губы в ухмылке Сонин. Да, сказала она, преданно смотря на своего воскресителя. Тогда раздевайся, прошипел бледнолицый, облизнув ее щеку своим длинным языком. Девушка начала выполнять приказ. Сакура. Не надо. Просипел блондин, он не мог на это смотреть, ему было больно от той мысли, что ее используют. Никто не обратил внимания на его фразу. Арчимару начал снимать с себя скальп, сбросив с себя старую кожу он предстал в облике Саски. «Сакура, ложись на стол», — ухмыльнулся он. «Саски», — прошептала обнаженная девушка. «Не заставляй меня повторять». «Простите», — прошептала она, ложась на металлическую плоскость. Узумаки обратился Брюнет тебе сейчас больно? А теперь будет еще больнее, расхохотался злой гений. Стул, к которому был прикован Наруто, выдвинули поближе к столу. А теперь смотри, хмыкнул черный глазой, раздвигая ноги Харуны так, чтобы пленнику было все хорошо видно. Наруто остолбенел, такой цвет и нежные складки он видел ухинуты. И тут длинный язык змеиного сынина проник внутрь, рвя эти ткани, Девушка закричала, но это был не голос Сакуры, это был чей-то другой крик. Арачимару засунул туда еще два пальца и стал растягивать плоть. Крики боль заполнили помещение. Кровь потекла по столу, Наруто попытался сделать хоть что-то, но не смог. Мучитель стал рвать розовую ткань двумя руками, смеясь при этом. Узумаки, а теперь посмотри на лицо своей любимой. Он схватил девушку за волосы и поднял в сидячее положение. У нее были темные волосы и серые глаза, а потом Наруто понял, что это Хината. «Наруто-кун, я счастлива, ты же был у меня первым!» – прошептала она, а потом закричала от дикой боли. В нее засунули бутылку вина полностью. «Нит!» – закричал Наруто. «Нит!» – кричал блондин. «Наруто!» – девушка хлестала парней по щекам. «Наруто!» Парень подскочил как ошпаренный, по нему ручьями лил холодный пот, он не мог понять, что происходит. Вдруг кто-то схватил его лицо нежными и маленькими ручками. Он почувствовал Миндари что-то еще, но вот что. «Наруто, все в порядке, ты в больнице», — успокаивала девушка, — «я рядом». Узумаки прижал к себе медика и понял, что это Такара. «Не уходи, пожалуйста». У него перед глазами все еще была картина того, как тело Сакуры пронизывают молнии в воздухе, как она ложится на стол, как это оказывается Хината как она его благодарит. «Хорошо, я посижу с тобой, недолго думая», — согласилась Такара. «Только отпусти меня, пожалуйста». Наруто выполнил просьбу Шатенки, а она села на табурет рядом с койкой. «Что-то плохое приснилось?» — заботливо спросила она, протирая лоб из влажным полотенцем. «Да», — хрипло ответил он. Девушка не стала больше ничего спрашивать. На следующее утро. Наруто. В палату вбежала Яидзакуми мы приступаем к тренировкам, как только тебя выпишу. А когда меня выпишут? В глазах Блондина появился неподдельный интерес. Ну, Такара говорит, что через две недели, я рассмеялась и сказала, что у Зумаки достаточно три дня для такого восстановления, так что скоро. Объявила радостная девушка, перекидывая большую красную косу через плечо. Ха, мне достаточно дня, так что, можно сегодня начинать тренировки. Это как это? Удивилась самая младшая в этой деревне. Это ей его латаю, из груди парни появился лис. О, Курама, привет, ты случайно не знаешь, что у них тут с Токарой произошло, а то когда Саски начал рассказывать, как Эцу мне уши закрыл, скрестила руки под большой грудью девушка. Ничего у нас не было. Возразил блондин. Да ладно, мы же родственники, допытывалась девушка. Ну, вообще, он правду сейчас сказал, заступился за Джинчилики Курама. Пф, закатила глаза к потолку Идзакуми. Чем маешься, герой-любовник, в палату ваша лучха. О, тебя на малолеток потянуло, улыбнулся он. Соскейсон, расскажите, что у него с Токарой вчера было? Сразу же обернулась к нему красноволосая. Саски, мать твою! Это не смешно. Вместе с девушкой заорал Наруто. Так, Узумаки, по очереди, я ни хрена не понял что он с такорой вчера делал? Задала вопрос младшая. Малышка, ты еще слишком маленькая для такого, хмыкнул Брюнет. Ничего не было. Заорал, как резанный Наруто. О, так ты все же импотент, я не разглядывал тебя, заулыбался Учиха, но это была его ошибка, так как в него врезалась подушка. Дебил, прокомментировал голубоглазый. Что вы тут орете? Распахнула дверь Карен. Саски-кун, а ты осмотр проходил? С надеждой спросила она, поправляя очки. Да, холодно ответил Брюнет. Может быть, меня смотришь? Проходящая мимо сугицу шлепнула Узумаки по заднице. Капа! Я тебя убью! Заревела она и погнулась за кульи зубым Узумаки вздохнул Саски. А, кстати, я тут к тебе за разрешением на постройку тюрьмы. Зачем? Нет, значит, центр магазинов для девчонок это... Пожалуйста, а дело зачем? возмутился Брюнет. Вот этих идиотов туда на 14 суток посадить. Так они же все разрушат, не понимал блондин, но подпись поставил. А это уже их проблемы, хмыкнул Саски. Ну ладно, пошел я. Так было у них что-то или нет? Закипела яйца куми. Пошли тренироваться, предложил Наруто. Тебе нельзя, возразила она. Можно. Нет. А я сказал, да. Нет. Да. Нет. Да! Заткнитесь! В лес Курама! Сам заткнись! Хором наехали на лис одноклановцы: Да что тут у вас творится!! В этот раз зашла Такара. Он выписаться хочет. Указывая пальцем на покалеченного, выложила девушка. Вот отлично, свободен, спокойно сказала она. С вами нервов не напасешься, уходя, она громко хлопнула дверью. Съела? Ехидно поинтересовался Наруто. Так, когда занятие? Спросил он, снимая повязки. Через час, вздохнула она и ушла. Пляж. Три часа спустя. Наруто, это простейшая печать. Возмущался Кагетсу. Ее все изучают за час, а ты уже два часа бьешься. Ну, я же не полностью узумаки. Виновато улыбнулся наполовину на Микадзе. И что? Это не оправдание. Ставила свое слово Юдзакуми, перебирая песок. Послышался хлопок. «У меня получилось! У меня получилось!» Захлопала в ладоши Карен, как ребенок. «Молодец!» — похвалил мужчина, поднимая маленький камешек. «А теперь проделывай все наоборот, чтобы все назад вернулось!» «Что? Ну нет, я устала!» — заявила она, поправляя очки. Тогда мне объясни, как это делается, попросил блондин, обливающийся потом над кучкой деревяшек. А ты представь, что это сугицу, и ты его больше никогда видеть не хочешь, предложила она. Да, удивился он. Ну, у меня же получилось, Карин села на песок и начала думать о чем-то своем. А. -а, -а Тужился блондин, и тут это случилось. Что ты сделал? Боясь пошевелиться, произнесла Идзакуми. Подумал, что это старейшины, так же стоя на кучке песка, признался блондин. Не думай больше, улыбнулся как Эцу. Это еще почему? Оглядывая получившийся рельеф из кучек песка, спросил глава деревни. А ты над собой посмотри, вставил Икарин. Наруто послушно поднял голову и увидел весь тот песок, которого не хватало на земле. И что теперь делать? Спросил он. Не психовать, из груди парни вылез Курама. Это ты теперь у нас вместо горы. Меня внутри также разорвало. Перетренировывайся назад. Чего? Как Эцу, объясняю ему сам, Курама начал плавно опускать одну за другой кучки песка. Наруто, теперь представь, что внутри все переполнено и это разрывает то, что по внешнюю сторону камня. Меня что ли? Все дружно засмеялись. Вы чего? Ничего, просто если тебя разорвет, то я умру, обидел Демон лис. Значит, тебя моя жизнь не беспокоит? Беспокоит, от нее зависит моя, закивал девятихвостый, расплывшись в улыбке. Ах ты, лисьи морда! Заткнитесь! Достали! Зарала ей закуми. Ты тренируешься или зубы сугицу точишь? Пояснила свою вспышку гнева девушка. После этой фразы в стороне опять что-то хлопнуло, все обернулись. Я его подкинула, прошептала Карин под кучей строительного мусора. Помогите, а! Где-то он на пути в канаху. Хината оступилась и полетела вниз. Она не успела испугаться, лишь почувствовала, что кто-то ее держит. Хинута сама, с вами все в порядке. Чуть-чуть трепета все же проскользила в его вечно холодном тоне: Да, все хорошо, Миджи. Она впервые обратилась к нему по имени, и это заставило его замереть. Я вас понесу. Не стоит, смутилась брюнетка. Стоит, Мэджи посадил кузину на спину и продолжил движение. «Спасибо», — прошептала она. «За что?» «За то, что никому не сказал об...» «Я понял», — перебил он, «потому что они догнали Шена». Три дня спустя. Под палящими лучами солнца уже несколько часов тренировался голубоглазый блондин, парень обливался потом, его лицо покраснело, и тут он не выдержал и взорвался, но не получается у меня. Заорал Наруто и тут из его спины в землю и врезались цепи окутали чучело. Ее упало, только не говорите, что вы его сейчас собрались учить печати четырех символов. Сглотнул Курама. А как ты догадался? Спросил мужчина, смотря на блондину, повторяющего «Получилось, получилось». Меня так заковывала Кушина, но с помощью других посвященных. Да и Минат разъединил меня, одну часть в себя запихнул, а другую в этого шалопая, он как-то странно улыбнулся при этом. Так уже двое зумаки были джинчурики, удивилась Яидзакуми, отрываясь от созерцания безмятежно спокойного океана. Трое, тяжело вздохнул Диман Лис. Жена Хеширамамита была моим первым сосудом, Курама вспомнил все те мучения, которые ему пришлось пережить за те 70 лет заточения в этой женщине. Эй, а дальше это что делать? Вспомнил Наруто. О, у тебя наконец-то получилось, на поляну приземлилась Карен. Там к тебе четверо из клана Цучигама. Что? Удивился Наруто. Ему сразу вспомнилась первая встреча с капризной и упрямой Хатару, он улыбнулся. А там случайно Хатару нет? Есть, есть, закивала Карен. Там с ней еще трое. Так, я тебе все сказала, теперь убирай эту фигню и бегом к ним, Узумаки исчезла. Э, а как мне теперь это убрать? поинтересовался глава Узыши. В тени их в себя, посоветовал Идзакуми, подперев щеку рукой. И как это сделать? Удивился он, а его учителя лишь развели руками, мол, догадайся сам, и засмеялись. Тем временем в Канохе. Цунди Сама, Маджи ожидал любой реакции после своего доклада, только не шока. Цунди Сама, Хьюго начал переживать. Значит так, да, — спросила блондинка с миндальными глазами, медленно подымаясь. «Он что, решил деревню тюрьму сделать?» «Возможно», — уклончиво ответил Хьюга. Пятая взорвалась безудержным смехом. «Ну, удачи ему!» — через слезы выдавила она. «Ой, не могу, ха-ха-ха, он точно псих. Ему другие каги не позволят. Ето ладно, ха-ха, ради забавы ничего не сделаю. Госпожа Хакаги, вам плохо?» — спросил парень. Нет, снова взрыв смеха. Мне весело, свободен, ха-ха-ха, шизуни. Где мое саки? А у вас было саки тут? Заревела Шатенко, обыскивая все шкафы. Да ладно тебе, успокойся, тяжело вздохнула Синджу. Все здесь, она достала из стола две бутылочки рисового вина. Как ты думаешь, Шикомару не подкинет нам свинью? В о чем? Не поняла первая ученица принцессы слизней. Так там же Тимари осталась на время. Мы и так потеряли трех очень сильных Шиноби. Потерять еще единственного, кто по стратегическим головоломкам превосходит Шикаку, а из этого и построение Иноши Не говорите глупостей, вздохнула девушка. Да, ты права, что за вздор я несу. Тем временем в Суне. В дверь к Тату постучал. Да, отозвался Казикаге, отрываясь от бумаг. Можно? В кабинет просунулась голова Мацури. Конечно, улыбнулся красноволосый, вставая из-за стола. С тобой все в порядке? Заботливо спросил он, беря в ладони лицо девушки. Как видишь, слегка смутилась девушка, но мужчина не заметил это, так как был полностью занят поцелуем. Девушка чуть не задохнулась и начала бить мужчину по плечу. Прости, он прижал к себе тяжело дышащую свою маленькую девочку. Тимарис Конкура дали нам немного времени, какие они проницательные, улыбнулся он, зарываясь носом в волосы любимой ученицы. Не совсем, не уверенно начала Мацури, прижимаясь к Казикаге, вдыхая такой родной и приятный запах. Что не совсем? Прошептал он, представляя, как раздевает ее. Ну, Тимари сказала, что пока я официального предложения от тебя не дождусь, то чтобы я ничего не говорила, девушка посмотрела в бирюзовые глаза бывшего Джинчирики. Ну, Раз самая великая и устрашающая старшая сестра влюбленного в тебя глупого мальчишки так сказала, то мне просто необходимо встать на колени и сделать тебе предложение. Нежно улыбнулся он и стал опускаться. Что ты делаешь? Глаза шатенки расширились. Мацури, милая моя Мацури, он поцеловал каждую ее ручку. Ты сделаешь для своего слуги величайшую милость? Ты станешь моей женой? Да, со второй попытки ответила Кунаича. Я так рад он поцеловал ее в область пупка и обнял, прижавшись щекой к ее животику. «Ты сделала бы меня самым счастливым на свете!» Девушка лишь слабо улыбалась и запустила свои пальцы в его красные, чуточку жестковатые волосы. Вдруг резко распахнулась дверь. «Ну, ты ему уже сказала, что Тимари лечится!» «Оу!» Конкура увидел забавную картину, его братец стоит на коленях, прижавшись к своей ученице и поглаживает ее по бедрам конкура, мать твою! Зарал, подскакивая, младший на собаку. Прошу заметить, что и твою, поднял палец вверх мужчина с фиолетовым рисунком на лице. Тьфу, тьфу, начал отплевываться кукольник, зачем в рот -то песок засыпать? Что там с Тимари? Спросил Казикаге, усаживаясь за свой стол. А, да она снара обгорела на пле. Договорить да ему не дала рука девушке. Идиот, мы же договаривались не с этого начать, прошипела она. Кукольник поднял руки в примирительном жесте. И что она с ним там делала? Очень тихо спросил глава деревни. Загорала, уверенно заявила Мацури. И неужели такие сильные ожоги? Да, очень сильные, подтвердил парень с куклой за спиной. Но мы Наруто нашли, он заши отстраивает, и там у него многие нукинины. Он что, решил тюрьму деревню сделать? Улыбнулся в ладони Казикаги. Ты ничего предпринимать не будешь? удивился Конкура. А зачем? Он мой друг, я ему обязан многим. Да, он хотел на свадьбе побывать, вспомнила Мацури. Вот отлично, свидетель уже найден. Ивагакури. Цучкаги смотрел письмо от Хакаги и чесал свой большой красный нос. Уважаемый Сандымиц, Сучкаги! Прошу вас не мешать Наруто Узумаки в воссоздании его деревни, я ручаюсь за все последствия, так как косвенно виноваты во всем я. Гадай Михакаги, Цунади Синджу. Цунади, вот мне интересно, во что опять ты втянешь пять деревень из этого мальчишки? Он потянулся за пером, но сразу же закряхтел за спины. Ох, кто-нибудь, напишите этой старушке за меня ответ. «Кумагакури, господин Райкаги, вам письмо», — отчеканила молодая помощница, наблюдая за тем, как ей поднимает гантель. «От кого?» — спросил он, оставляя железо в покое. «Из коротко ответила она, отдавая конверт. Быстро пробежав по нескольким строчкам глазами, он расхохотался. «Этот малец сдружился с Бии, а значит...» мне придется его не трогать, хих, неужели он действительно так для тебя дорог, что ты за него поручаешься? Простите, девушка напомнила о своем присутствии. А, я это не тебе. Пиши, что я согласен, распорядился Эй, снова беря гантель в руку. Киригакури, черт. Я опять ноготь смазала, выругалась молодая женщина, смотря на сокола. Эх, а все из-за тебя, кстати, ты от кого? Она аккуратно взяла двумя ногтями краешек конверта. Тьфу, вот только закадычная подруга может такой мелочи испортить настроение. Так, что тут у нас? Она развернула письмо и быстро пробежала глазами его. Да нужно мне еще лишних проблем, но дочитав приписку, где были имена преступников Кири, она переменила мнение. Да я их собственноручно размажу. Да еще и Хазуки пусть меч вернет или сам возвращается. Видите ли был его учителем, а брат объединил всех мечников предыдущего поколения. Убью. Мей, с тобой все в порядке? Под дверью стоял единственный обладатель Бьякуга на ней из клана Хьюга. Да ты и так видишь. Зло бросила она, испепелив письмо Синджу, готовы самых лучших. Канаха Два с половиной месяца спустя. Хината стояла перед большим зеркалом в своей комнате и со слезами на глазах смотрела на свое отражение в свадебном платье, но видела лишь то, что происходило за это время. Череда флешбеков. Хината дожидалась на Джо входа в резиденцию Хакаги. Она боялась идти домой одна. Она боялась увидеть того, кому придется отдавать себя, кому придется подчиняться всю жизнь. Хинута сама, пойдемте? Тихо спросил он, приобнимая ее за плечи. «Да», — глубоко вздохнула она, открывая глаза. «Не волнуйтесь», — он одобрительно сжал ее руку, и они медленно пошли по улицам деревни. Все казалось таким родным и чужим одновременно. Брюнетка с грустью осознавала, что она оставила свое сердце там, рядом с Узумуки. Ветер нежно обдул ее лицо, откидывая пряди волос назад. Они проходили мимо этого дерева, где Наруто после своего возвращения остановил ее и произнес «Ничего не говори, просто иди со мной». А она подумала, что он зовет ее на свидание и потеряла сознание. Горькая улыбка появилась на ее лице, она опустила глаза вниз, но потом снова их подняла, так как они проходили мимо больницы. Тут Хинута вспомнила момент, когда она зашла в палату Кузумаки с цветами, а он оказался прямо перед ее лицом, правда на потолке, но она тогда переволновалась и покраснела, а он положил руку на ее лоб и поинтересовался, все ли с ней в порядке. Маленькая слезинка выбежала из глаза, но ветер тут же высушил ее. Она посмотрела в сторону Шикинка и Джи. Там у тренировочного полигона он сказал ей, что она слишком скромная, тихая и застенчивая, но именно такие ему и нравятся. Хьюго счастливо улыбнулась, и из ее глаз полились слезы. Это заметил Наджи и остановился перед самым домом. «Что с тобой?» — спросил он, забывая о всех формальностях и убирая кристальные капельки с ее щек. «Я боюсь», — прошептала она, потупив взгляд. «Я буду рядом», — улыбнулся он. «Пошли, все будет хорошо, никто не догадается». Девушка кивнула, и они открыли калитку. Химата. Наджи. Вы вернулись. Обрадовалась Ханаби, но тут же обуздала свои чувства, нацепив маску безразличия. Отец ждет в гостиной. Спасибо, кивнула Хината и направилась внутрь дома. Хината, увидел дочь отец. Познакомься, это Хироши. Он твой троюродный брат, он указал на поднявшегося молодого человека, отдаленно напоминающего дедушку Хинуты. Тот же большой и широкий лоб, тот же валевый подбородок, те же холодные глаза и тонкие губы рад с вами познакомиться и он склонил голову взаимно робко кивнула она почему бы вам не прогуляться спросил хиаши простите я слишком устала сказала хинута смотря в пол и ушла вверх по лестнице затаившись она услышала продолжение разговора меджи что такое спросил хиаши ничего мы просто трое суток шли без перерыва, чтобы вернуться в Канаху как можно раньше. Прошу, не сердитесь на свою дочь. Я и не собирался. Хираши, тогда в следующий раз. Конечно, Хиашисан, бархатный мужской баритон заставил вздрогнуть Хинату. Ей показалось, что она никогда спокойно не сможет слышать его. Я провожу тебя, холодно сказал Наджи. Нисан, надеюсь, что ты сдержишь свое обещание и никому не расскажешь. Две недели спустя. Хинута, через два месяца у тебя свадьба с хираши! холодно заметил Хиаши во время завтрака. Он придет за тобой через час. Постарайся не падать в обмороке. Хорошо, папа, сказала она, уставившись в тарелку. Ханаби, помоги ей одеться, мужчина вышел из-за стола. Хорошо, отец, ответила младшая. Дай дай быстрее, и пошли. Я не хочу вздохнула брюнетка. Что не хочешь? не поняла девушка есть так это хорошо у нас будет больше времени ханаби потянула сестру и застала подожди не так быстро срываясь с места тихо сказала хинута но ее сестра ее не захотела услышать у тебя столько всякой одежды удивилась она открывая шкаф сестры это не я покупаю смутилась хинута когда ханаби достала красивую голубую блузу с вобразным вырезом «Ну и дура, от чистого сердца», — сказала Сероглазая. «У тебя все есть, а ты ходишь, черт знает в чем. Если бы не девал то, что тебе покупают, то Наруто бегал бы за тобой, да и не ушел бы из деревни», — отчеканила она. «Правда?» — наивно спросил Хинута, смотря своими большими серыми глазами на родственницу. «Возможно», — уклончиво ответила та. «Эй, эй! Ты чего?» Она села на колени перед сестрой и подняла ее голову, утирая слезы. «Я его люблю!» «Прекрати реветь!» — строго сказала младшая дочь главы клана. «У тебя есть обязанности перед кланом. Ты будешь в шоколаде, только наследника и требуется родить. Никаких миссий, делай что хочешь!» «Не то, что мне!» — вздохнула она. «Так, нам надо тебя нарядить!» Может быть, она начала перебирать вешалки, вот это платье. Она достала коктейльное платье темно-лилового цвета. «Нет, она слишком откровенная», — помотала головы брюнетка. «Ну да», — согласилась Шатенко. «Для первого свидания середина бедра». «Так, дальше». «Может быть, штаны?» — робко предложила Хината. «Только верх я тебе выбираю», — девушка достала зауженные джинсы с низкой талией. «Эти вполне подойдут», — удовлетворенно улыбнулась она и кинула вещь Хинате. «Что смотришь на меня?» «Надевай», — она скрестила руки на груди. «Отвернись, «Я стесняюсь», — смутилась она. «Что? Ха-ха-ха! А как ты будешь с Хироши спать?» «Ой, я с тебя не могу!» «Ханаби», — запылала девушка. «Как ты вообще можешь об этом говорить?» Одевайся, фыркнула она, поворачиваясь к шкафу. «Даже не знаю, что тебе выбрать. Думаю, ты перемиришь все это». Она достала несколько блуз разного фасона и цветов. «Ты уверена?» — робко спросила брюнетка. «Давай». У нас осталось мало времени, а тебя еще теперь красить, тяжело вздохнула она, протягивая белую блузу с жабу. Когда Хината ее надела, у Ханаби буквально пропал дар -лич. Ну, как? Снимаю, тебе не нужен седьмой размер, Хината, явно вздохнула с облегчением, услышав это: И кто тебе одежду покупал? Что оставишь? «Мерь следующую, она протянула розовую шелковую блузу с выточками. Нет, это явно не то. Слишком официально. Может, остановимся на ней? С надеждой предложила старшая из сестер. Нет, строго отрезала Шатенка. Хината надела ярко-желтую блузку с глубоким декольте, и к ее счастью Хана безобраковала эту вещь. Следующая полупрозрачная блуза оливкового цвета настолько смутила Хинату, что Хана бежалилась над ней и протянула сиреневую обтягивающую кофту с низким горлом обоих сестер вполне удовлетворил внешний вид наследницы клана. А теперь макияж, Ханаби уверенно подошла к трюму и начала материться, увидев, что абсолютно все тюбики, баночки и коробочки ни разу не открывались. «Ты девушка или горилла?» Задала она в итоге вопрос. «Девушка». Тогда начала вести себя как девушка, буркнула она, беря несколько кисточек и три оттенка тени коричневой гаммы. Закрывай глаза, Скомандовала она, Хината подчинилась. «Знаешь, я у тебя заберу, пожалуй, все это богатство», — улыбнулась она, нанося теплую светло-бежевую основу на века. «Я не против», — согласилась Хината. «Еще бы ты была против», — улыбнулась Ханаби, добавляя темный оттенок коричневого на внешний уголок глаза, грамотно растушевывая его. «Знаешь, я тебе немного завидую, посмотри вверх». «Почему?» Брюнетка открыла свои серые глаза и устремила их к потолку. «Да всем, начиная от того, что ты старшая, и заканчивая тем, что ты похожа на маму всем, она нанесла немного чуть более теплых теней на внешний угол нижнего века под ресницами и убрала излишки, слегка приложив пальчик и надавив им. Готово, она потянула хиноту к зеркалу. «Это не я», — прошептала брюнетка. «Ага, такой была мама», — улыбнулась Ханаби. «Ладно, пошли», Тебе еще туфли обувать? Туфли! сглотнула молодая женщина. Да, туфли. Может быть, балетки. предложила она, понимая, что обувь Шиноби не подойдет, а ничего удобнее для себя она не выберет. Ему же неудобно тебя целовать будет, хотя, целей будет. Спорим, за вами следить будут. Ладно, пошли, Ханаби стала подталкивать сестру к двери. Хинута и Хираши прогуливались по парку в полной тишине, лепестки сакура сыпались, непременно падая на землю и асфальт. Хинута боялась говорить со своим женихом, а тот боялся ее смутить, но вот он не выдержал и взял девушку за руку. Хинута, ты меня боишься? Он пытался заглянуть в ее глаза. С чего вы взяли? Ей было немного легче от того, что он был похож на дедушку. Ты все время молчишь, пожал он плечами. «Я не умею изображать чувства», — прошептала она. «Разве для того, чтобы говорить, нужны чувства?» Удивился мужчина, смотря на совершенно иную девушку, не ту, которую он увидел впервые. «Не знаю», — рассеянно ответила она. «А вы как думаете?» «Я думаю, что у меня к тебе симпатия», — он заправил прядь волос за ее ухо. «И я сделаю все, чтобы добиться как минимум твоей дружбы и доверия. Все в ваших руках?» Хината потеребила рука в своей сиреневой кофте. «Я надеюсь, что мы станем хорошими друзьями». Больше они никогда не возвращались к этой теме. Они встречались каждый день, беседуя обо всем, только не о взаимоотношениях между людьми. Постепенно Хината привыкла к обществу своего будущего мужа и научила его улыбаться. Она уже смирилась с тем, что никогда не будет засыпать в объятиях любимого, и никогда не проснется с ним, но однажды... Всегда есть такое «но», из-за которого весь мир переворачивается с ног на голову. Однажды Хината заметила, что у нее до сих пор не наступили месячные, а некоторые продукты блюда она не может есть, так как только от одного запаха ее начинало тошнить. «Спасибо», — прошептала она тогда, улыбаясь. «Теперь у нее будет ребенок от любимого, а значит, она будет засыпать и просыпаться в объятиях любимого человечка». Конец флешбеков. Хинута, что ты держишься за живот? Поинтересовалась Ханаби, закрепляя на прическе сестры Фату. Не бойся, не ты, жирка нет, подмигнула она. А... Вынырнула невеста из своих раздумий. Говорю, что ты не жирная корова, животик не торчит, повторила Хануби, добавляя на губы сестры чуточку розового блеска. «А ты об этом слабо вздохнула брюнетка. Ты что, волнуешься? Спросила Шатенко сестру. «Немного, я боюсь близости. Я боюсь, Хината хотела признаться сестре, но та ее перебила. Расслабься, через это проходят все. Кстати, же чувствовал боль в несколько раз сильнее, когда поклялся быть твоим рабом навечно. И я тоже завтра почувствую такое. Ханаби, я... Хината, ты уже готова?» В комнату заглянул Хиаши. «Да, она готова», — подталкивая сестру к двери, — ответила за невесту Ханаби. «Все будет хорошо», — подмигнула на Хинати, — та лишь слабо улыбнулась. «Ты очень похожа на маму», — улыбнулся мужчина. «Пап, а ты ее любил?» — спросила женщина, смотря в глаза отцу. «Да, я ее любил с шести лет, как только увидел впервые». Пошли, он подал дочери руку, и они направились в здание торжеств. Перед воротами, которые были украшены цветами, Хиаши остановился, внимательно посмотрел на дочь и, поцеловав ее в лоб, прошептал «Прости, но так надо, ты сама знаешь». Они шагнули в открытой двери, заиграла медленная музыка, все встали. Хината считала каждый шаг, пройденный от двери. Ей становилось не по себе. Все эти одинаковые взгляды из холодных серых глаз и только Ниджи смотрят на нее с теплотой. Да и Ханаби поддерживала, за эти два месяца она показала себя совершенно другой, не той холодной гордостью отца, а живым человеком, переживающим за сестру. Хиаши вложил ее ладонь в руку хираши, оркестр стих. Мы собрались здесь, начало цунде но Хината ее даже не слушала. Она вспомнила, как в детстве мама убаюкивала ее, напивая что-то в полголоса, а потом всегда говорила: Хинута, запомни. Жить значит бороться. Бороться за счастье. Если кто-то против этого брака, то пусть говорит сейчас или молчит вечно. Эта фраза послужила для невесты ушатом той воды, которая ей была сейчас просто необходима. Я. Неожиданно громко для себя заявила она. Все начали переглядываться, а Синджу лишь улыбнулась ей одними глазами. Для Хинуты это стало последней каплей уверенности, которую она собирала с тех пор, как поняла, что у нее будет ребенок от любимого мужчины. Я против этого брака. Громко чеканила она каждое слово, а потом повернулась к Хироши. «Ты стала мне хорошим другом за это время, но я так не могу. Прости». Брюнетка перевела свой взгляд на сестру. «Я хотела сегодня тебе сказать, поделиться, но не смогла. Ты меня перебивала, думая, что я боюсь другое. Спасибо тебе, за эти месяцы я увидела тебя настоящую, надеюсь, что ты будешь хорошей наследницей в отличие от меня». Ниджи, она посмотрела на кузена. Ниджи, прости и спасибо. Ты, наверное, догадывался, но молчал. Она уставилась в пол, но тут же подняла свои серые глаза на всех присутствующих, чтобы они не посмели ее перебить, и отыскала Хиаши. «Папа, прости, я тебя в очередной раз подвела, но ты же сам всегда говорил, что я позор для клана». Ниджи не виноват, я напоила его снотворным, а потом ушла к нему. Я хотела увидеть в твоих глазах гордость, но я ее не видела всю жизнь. Я тебя люблю, но его я люблю больше. Она глубоко вдохнула. У меня будет ребенок, и я не позволю никому причинить ему вреда. Цунади Хими она повернулась к блондинке с длинными волосами. Я не хочу быть Шиноби, прошу, отпустите меня из деревни. Цунади посмотрела на Хиаши, он был спокоен как никогда. Хинута, я отказываюсь в это верить, но сейчас ты показала себя такой, какой я хотел видеть тебя всегда. Прошу, скажи, что это обычный страх перед свадьбой. Твоя мама тоже пыталась помешать нашему бракосочетанию. Но ей не поверил, и оказалось, что она на себя наговаривала. Нет, так же холодно ответила она, смотря ему в глаза. Активируй биякугом. Все это сделайте! приказала она. Не сметь! Рявкнула глава клана увидев, что молодой парень начал поднимать руки. «Бьякуган», — тихо произнес он, и на висках вздулись вены. Он медленно открыл глаза и стал поднимать их вверх по ногам дочери. Увидев, что она не девушка, он не захотел смотреть выше, но все же рискнул. «Уходи. У тебя есть час. И не попадайся мне на глаза. Никогда. Это месть, да. Тебе говорила твоя мать, чтобы ты подвела меня и клан? Она хотела отомстить мне за то, что Хизаши выбрал для нее лучшую участь и отступил? Признайся. Нет, девушка сглотнула комок в горле. Она никогда нам не говорила, что ей что-то не нравится. Она любила нас всех, она вечно говорила, что мы можем быть счастливы только вместе, Хинате было больно вспоминать все это. Перед тем, как я засыпала, она тихо говорила, что жизнь это борьба за счастье. Если кто-то из клана тебя увидит впредь, твоя жизнь оборвется, закрыв глаза, тихо сказал глава клана. У тебя час. Хинута, я буду ждать тебя у ворот, тихо произнесла Хакаги. Она была уверена, что у этой девочки все будет хорошо. Тем временем в Киригакури. Мей, может, не надо? Спросил обеспокоенно. А -а. Замолчи, вздохнула Тируми. Ты же беременная, пытался вразумить ее мужчина с Биякуганом. Вот именно, на меня Наруто не позволит нападать, и все может быть решено мирно. А ничего, что там одни преступники, которые не посмотрят на то, что ты в положении. Чуточку повысил голос он. Тогда, ты меня закроешь, улыбнулась одна из Каги, думая, что она его сейчас убьет, если он не захлопнет свою варежку. Конечно, а потом что? Это не только ты и твой ребенок, он еще и мой, напомнила. Госпожа Мизукаги, отвлек ее Чаджира. Да, она очень хорошо сдерживала свои эмоции, когда воображение рисовало кровавую картину наказания. «Все готовы, мы ждем указаний», — сообщила юноша в очках. «Выходим, короткий приказ», и из-за красивой женщиной сорвались с места сотни шиноби. Ворота Канохи. Хината медленно прощалась с деревней, подходя к воротам. На улицах не было никого. Это ее немного настораживало, но в то же время ей это облегчало ход. Она увидела Цунади у ворот и остановилась, но тут же взяла себя в руки и продолжила путь. Хинута, улыбнулась Хакаги. «Я верю, что у тебя все получится. Ты очень похожа на свою маму», — она сделала паузу. «Я ее помню еще маленькой девочкой, когда она закрыла собой твоего отца и дядю. Тогда она проявила волю к жизни и смогла выжить. Я ей давала 20%. Сегодня я тебе скажу только одно». Она глубоко вздохнула, а потом обняла брюнетку. Если отец этого ребенка Наруто, то я стану самой счастливой крестной бабушкой. Он не оставит вас. Цунадзе отстранилась от Хинуты и дала ей письмо. Отдашь это ему. Я уверена, что ты пойдешь именно в Лазуши. За тобой будет следовать один из наших шиноби до границы стран водоворота. Ничего мне не говори, она протянула ей также кошель с деньгами. Не смей отказываться, это не для тебя, а для него, она слегка коснулась ее живота. «Спасибо», — Хината опустила глаза в землю. «Иди, у тебя осталось 30 секунд», — она потолкнула девушку к воротам. «Спасибо», — прошептала она еще раз и отдала Хакаге протектор. «Прощай», — улыбнулась она уходящей брюнетке. «Госпожа Пятая, за спиной блондинки появился мужчина в маске птицы, сидящий до этого на дереве. Ты все слышал выполнять?» «Холодное распоряжение». «Да, краткий ответ и исчезновение». Камисама, обереги их ребенка, попросила она у неба, позволяя нескольким слезинкам горечи утраты любимых и счастья за последнего, ради которого она жила, скатиться по щекам. Наруто, только попробуй прошляпить свое счастье. Блондинка еще некоторое время так стояла у ворот и смотрела на чистое небо. Цунади, окликнули ее. Спасибо, что отпустила ее. Хиаши, ну как можно было по-другому? — вздохнула она, смотря на мужчину. «Что теперь будет?» «Ну, теперь Ханаби будет руководить кланом. Хина-то никто не тронет. Я уже распорядился. А это Тора. Цунади прервала Хьюга, не смей так говорить о своем еще нерожденном внуке. Она мне больше не дочь. Она отказалась от клана. Она плюнула в самое сердце нашей семьи. Она тоже имеет право на счастье, ты с этим согласен, не так ли?» Ее глаза цвета миндаля с некой нежностью взглянули на него. «Да», — скрипя сердце, согласился он. «Ты же ее любил больше всех, да и сейчас любишь. Это не твое дело?» — рявкнул мужчина. «Хиаши, отец этого ребенка Наруто», — тихо сказал отцу с опаской. «Меня это не волнует. Если она выбрала свою безответную любовь, то это ее проблемы. Жестокий ты. Какой есть. Цунади так и осталась стоять на этом месте, а Хиаши медленно удалялся, но вот до нее донеслось Цунади. Я рад, что она выбрала твоего крестника, но я его убью, если он от нее откажется. Он не такой. Закричала она в ответ. Он вырос без родителей, поэтому не позволит своему ребенку расти так же. Будем считать, что ты права. Я всегда права, тихо прошептала пятая ветру. Это же не карты, а значит, все хорошо, за месяц до этого. Узышла Гакури. «Саски, ты готов?» Спросил блондин, расхаживающий по залу из угла в угол. «Да, готов». «Ты-то, не нервничай», — ответил Брюнет, обеспокоенно смотря на друга. «Заткнись. Я не нервничаю». «Ага, это я тут жду приезда дай мне с нервотрепкой себе и другу», — кивнул хозяин многоэтажки. «Кстати, когда эти голуби в свою деревню разбегутся?» «Ты о ком?» остановился Наруто посреди комнаты. «Да кто все еще мешает мне спокойно спать по ночам, хотя они живут на двадцать этажей ниже?» Психанул черноглазый. «Ха, так вот почему ты уже месяц на всех срываешься?» Захохотал Узумуки. «Да. Мать твою. Он самый большой лентей на свете, но каждую ночь они устраивают траходром на всю округу. Неужели он притворяется?» Ладно, они сегодня переселятся, ну или завтра? Уклончиво пообещал голубоглазый. Все, пошли, не выдержал Саски, таща друга за рукав из квартиры. Лифт открылся перед ними, оттуда сразу же обрушился поток гневных тират от Карин «Я его, значит, повсюду еще, а он тут прохлаждается. Дай мне встречать бегом марш. Скомандовала она. А он где? Только и спросил Наруто. У ворот, после этого Узумаки схватил обоих за руки, и они исчезли в облачке пара. «Ничего себе!» – прохрипела Карин, глотая воздух. «Меня чуть не разорвало!» «Меньше говорить нужно!» – заметила Чиха. Вдруг заплясали жгуты воды, это означало, что в Лазуше приехали гости. Наруто стал улыбаться и идти вместе с Саски встречать гости. Два крепких рукопожатия и крик 22 шиноби. Добро пожаловать в Узуши. Спасибо за такой теплый прием, расплылся в улыбке Дайми до странного доворота. «А у меня для вас есть подарок», — он два раза хлопнул в ладоши и два помощника открыли ящик. В нем лежали протекторы с эмблемой Узуши. «И это еще не все», — с большим энтузиазмом ответил он, как только увидел неподдельное восхищение и радость на лице и Наруто. «Учиха Саски, мое величество дарует вам право вершить правосудие, карать преступников и быть вторым человеком в деревне вместе с этой печатью». Милая девочка протянула ухмыляющемуся брюнету шкатулку. Саски, неестественно улыбаясь, проговорил голубоглазый блондин, Брюник лишь закатил глаза к небу, принял шкатулку и кивнул. «Он вас благодарит», — широко улыбнулся Узума, кидаями страны. «О, не стоит», — махнул рукой, немного смущаясь, добродушный толстячок. «Наруто, я дать тебе право распоряжаться этой землей, деревней и ее жителями так, как ты сочтешь нужным, и вместе с этой властью я дарую тебе вот эту печать». Другая девочка протянула главе Узуши такую же шкатулку, как недавно преподнесла ее сестра Саски. А вместе с этим и титул Узуши Каги. «Благодарю», — улыбнулся Наруто. Принимая обычный народ, улыбнулся Дайме, показывая за свою спину. Там стояли, по меньшей мере, 200 человек, начиная от детей и кончая стариками. «Карин и пожалуйста, подготовьте 30 этажки. Свитки с мебелью у меня в кабинете». Все остальные берут на себя по 20-30 человек и расселяют в готовые квартиры. Ак, ответила за всех девушка в очках. Все сделаем в лучшем виде. Сугицу, Джува, Ямами и Марина. На вас семьи с четырьмя и более членами семьи. Ивани, Муросами, Кирисами, берете одиночек. Рейджин и Фуджин. Да. Ответили вечно голодные и улыбающиеся близнецы. Стоять тут и не двигаться. А то не покушайте сегодня, девушка поправила очки. Ясно? Да. Закивали амбулы, как китайские болванчики. Все остальные берут на себя всех остальных. Скомандовала она и направилась к резиденции Наруто. Здорово она управляется. Восхитился Дайме. Ну да, пять лет управлять самой опасной лабораторией Рычимару, ухмыльнулся Саски вспоминая ту машину для усмирения буйных, которую Суги Цуну никак не хотел брать с ними в команду. Четыре часа спустя. «Всем сейчас весело?» — прокричал Наруто. «Да». Откликнулась толпа народа, поднимая руки вверх. «А будет еще веселее!» — заявил Узумуки. «Итак, лучшие безуши после меня, конечно же, сейчас продемонстрируют свои способности в ловкости». Правда, мы ему сложнили задачу. Курама?» — попросил блондин. «Ну вот, опять Курама!» — вздохнул лис, появляясь из джинчирики, хватаясь за канат. «Чуть что, так сразу Курама!» «Ну, а кто ж еще?» «Только Курама у нас есть!» Он дернул за канат, и открылось большое сооружение из какого-то барабана, бревна и столбов. «Итак, у нас тут стоят!» — начал перечислять Узумаки ликующей толпе. «Марина и Дати!» Большой помидор помахал рукой. Какие цузумуки? Теперь апельсин жал ладони над головой и слегка потряс ими под всеобщие крики восторга. Самая молодая из участниц Юмика. Клубничка сделала что-то наподобие реверанса. И мой лучший друг, который не хотел в этом участвовать, но я его уговорил, учиха Саски. Мужчина в костюме баклажана лишь кивнул. Уговорил он. Да так кто угодно уговорит, пробубнил себе под нос Саски. Флешбэк. Пожалуйста, я тебя прошу, повторил блондин. «Нет», — отрезал Учиха. «Ну, хочешь, я на колени встану?» — спросил Наруто. «Нет», — тот же холодный тон. Саски, голубоглазый, встал на колени, прошу. «Узумаки, ты идиот! Встань!» Саски попытался шагнуть от друга подальше, но тот схватил его за колени. «Сасочка, ну, Сасочка, пожалуйста!» — сюсюкал блондин, обнимая колени друга. «Нет!» «Вставай!» А вот и не встану. Блондин высунул язык. Отпусти. Учха был уже на грани. Нет, Наруто опять высунул язык. Ладно, сам напроси. Он не успел договорить, так как оказался лежачим на полу. Саски Кон, я тебя поцелую, улыбнулась Карин, держа его руки у пола. Узумаки, мать вашу. Не дергайся, попросила Карин после того, как промазалась поцелуем в пол. Наруто, я согласен, только спаси от нее уклоняясь от очередной атаки губ, заорал Брюнет. «За флешбека!» «Курама, запускай!» Распорядился Узумаки, это вывело Учиху из воспоминаний. «Что, уже началось?» Спросила Нумика. «Да, первый как Эцу, потом Марина, ты и я», — ответила та. «Ох, какая неудача, первый наш участник упал с бревна», — прокомментировала Хисами. «Узумаки, а как так можно было?» а тем временем дайте уже пробежал это крутящееся бревно. Конечно, поддакнул Диман Лис, он же на беге спец. Хмыкнул он, продолжая с помощью чакры приводить в движение этот аттракцион. Ох, какая неудача, Марина не смог увернуться от третьего столба. И еще один участник покидает конкурс за «И молчу, и молчу», завела она за Шикаги, увидев его суровый взгляд а тем временем у саски в этом костюме баклажана перебегает бревна которая два раза поменяла направление своего бега уклон еще прыжок шаг назад и рывок вперед да это тоже пройдено остался этот барабан ой что я вижу самая юная участница прошла по бревну колесом вот так вот мужики бабы всегда оставляли вас позади никогда не подумала бы что между этих столбов можно еще и танцевать — удивлялась Курасуки. «Надо же, осторожно!» — крикнула Хисами. Уф, двойной сальто помогло ей пройти этот лес летающих стволов, только вот не пойму, как она это вытворяет в этом поролоновом костюме. Итак, наши участники ступили на барабан. Камисама, что это? Наруто, это ты придумал? Нет, это Курам делал, замахал руками блондин, смотря на то, как качаются его друзья. Итак, Саски сделал шаг, прокомментировала Хисами. Теперь он двигается уверенно, но ее миг не отстает. Что? Опять сальто. Упс, как наглядно. Такара, смотри, это как раз то, что ты спрашивала насчет поза 69. Курасуки. Прервал ее Наруто. Ой, точно, тут же дети. Детки, простите меня, пожалуйста. Кстати, Наруто, вот тебе еще один аргумент, почему мне нельзя быть учителем в Академии. Никогда не думал, что окажусь в таком положении у всех на виду, хмыкнул Саски. Ой, прости, девушка быстро скатилась, сучка. Давай помогу, предложил он и поднявшись и протянув руку. Давай, пожала плечами девушка, принимая его помощь. Еще три часа спустя. Саски и Наруто немного перепили, а точнее, напились в хлам. Они о чем-то спорили, и вдруг Саски заметил Юмика и Токару, спорим, что я начну встречаться с Юмика раньше, чем ты с Токарой? Что? Не понял блондин. Что, что? Не понял Учха. «Что-то, что, что-то. С умным видом изрек голубоглазый, Учиха рассмеялся. «Сасочка, что с тобой?» Спросил Изумаки, касаясь Накуны у своего горла. «Что я тебе говорил про сосочку?» Пытаясь сфокусировать свое зрение на друге, спросил Учиха. «Да ладно тебе, обливаясь потом, произнес Наруто, сглатывая комок в горле. Алкоголь каким-то образом исчез из его крови. Ауики! Ауики! Тьфу, раздалось в его подсознании. Мужики! Хари спорить! Я еще саки хочу! Иик! Саски, давай еще выпьем! Перед ними сразу же поставили еще по стакану рисового вина. Ура! Слабо раздалось в голове блондину, а потом послышался храп. Еще заказал брюнет. Двойные порции. Вскоре Наруто снова опьянел, но уже никто не отрезвлял его изнутри. Саски уже мало что соображал, но все же решил что-то сказать Узумаке. Брат, он опустил руку на его плечо. А спорим, что? Что? Перебил его голубоглазый. Ты шаша. Саски прислонил указательный палец к губам. Спорим, что я пересплюсь с Юмика быстрее, чем ты с Токарой. Что? Удивился Наруто что слышал, брат. У тебя нет шансов, развел руки в стороны брюнет. Да куп, кто б говорил, поправился он. Спорим. Протянул руку Учха и попытался правильно повторить слово «спорим». «Спорим», кивнул Наруто, пожимая ему руку. «О, вон они», показал он на противоположный конец стойки бара, где весело смеялись две девушки. «Я пошел», сказал он, вставая со стула. Девушки, улыбнулся он подругам разрешите вас разделить?» «Ха-ха, ой, я не могу», — засмеялась Юмика, Наруто лишь махнул на нее рукой. «Такара, можно пригласить тебя на танец?» «Да, немного смутилась чуть-чуть подвыпившая девушка». «Отлично, Узумаки помог ей встать и а повел танцевать среди таких же празднующих, как и они». «Привет», — рядом с Юмико приземлился Учиха. «О, брюнеты прилетели», — засмеялась девушка. Наклюкалась, сделал вывод черноглазой, надо тебя спасать, он закинул девушку на плечо и пошел к выходу. Ха-ха, спаситель рассмеялась Юмика. Такара. Пока. Зарала она. Ах ты, гад. Выругался Наруто, когда они с девушкой увидели эту картину. Что они делают? Спросила девушка. Я тоже и так хочу. Наруто, донеси меня до дома. Потребовала она. Прошу на ручке, ухмыльнулся блондин, Девушка с радостью ухватилась за шею парня, позволяя подхватить себя, и уткнулась носиком в его грудь. Хлопок. Ай! Заорал Наруто, появившись очень близко с тумбочкой, зацепив ее ногой. Прибыли, он опустил девушку на кровать. Останься, расти, смотря на него, попросила Такара. Ак, Наруто начал разуваться. Помоги мне, Такара приподняла одну ножку, Наруто улыбнулся и снял туфли с ножки девушки и другую. Та же процедура повторилась и с другой ножкой. «Наруто, а ты меня хочешь?» Ответом ей было тяжелое дыхание. «А я тебя хочу!» Причем с того самого первого раза, как только увидела, выложила все на чистоту девушка. «Такара!» «Молчи, давай просто сделаем это!» Предложила она, начиная поднимать платье по ногам. Узумаки возбудился от такого зрелища и очень быстро избавился от своей одежды, Помогая девушке, он то и дело видел перед собой то ее, то Сакуру. Сняв кружевное белье с партнерши, он медленно провел рукой по ее спине, касаясь пальцами каждого позвонка. Девушка начала таять в его руках. Наруто наплевал на все и раздвинул ноги девушки. Не думая ни о чем, он вошел в нее, вызывая короткий вскрик. Тепло окружало его плоть, он расплылся в улыбке, посмотрел на Токару, а она просто-напросто отключилась, мило сопя в две дырочки. «Да что же это такое?» — вздохнул Наруто, ложась рядом с ней. «Никогда больше не буду пить», — пробубнил он в волосы девушки, которую он сейчас грел в своих объятиях. «Квартира Учха». «Ха-ха, а это не моя квартира», — заливалась девушка, когда они оказались в спальне. «Больше чтобы не пила, ясно?» — спросил Брюнет. «А ты мне что, парень?» «Муж?» — в пенди буркнула Мика, скидывая с ноги балетку. «А если я им стану?» — спросил Саски, снимая с себя рубашку. «У?» учху мой парень!» — задумалась девушка, снимая вторую балетку, а потом рассмеялась. «Не бузи!» «Это ты не бузи!» — ухмыльнулся Саски. «Я сейчас могу сделать все!» «Все, что захочу!» «А ты моя жратва!» «Что?» Юмика на секунду перестала смеяться. «Ты коньбал!» «Тьфу!» «Коньбал?» С большой паузой выговорила она. Молчи, Учиха спустил свои штаны. Эй, эй, эй! Я не для себя тебя хранила, прокричала она, вскакивая с постели. Ха-ха-ха! Залился смехом брюнет, сгибаясь в три погибели и хлопая себя по коленям. Ты поняла, что сказала? Посерьезнее обратился он к Шатенке. Но если я правильно понял, то у тебя есть маленькая преграда, которую необходимо сломать. Подходя к ней, улыбался Саске. Не смей, она начала пятиться назад. А матерису, черное пламя в миг уничтожило всю одежду девушки, не коснувшись ее самой. «Извращенец!» — выплюнула она, прикрывая грудь руками. Зачем прикрывать то, чего нет? ухмыльнулся он, прижав девушку к подоконнику. Много ты понимаешь, съязвила Эмика, упираясь лопатками в холодное стекло. Много, согласился мужчина, слегка кивая. Давай по-хорошему, прошептал он ей на ухо. Иначе войду, не подготовив, он слегка прикусил ее мочку, проводя рукой по бедру. Ты же не хочешь, чтобы я тебя попросту разорвал? Нет, тихо произнесла она, понимая, что слишком много сегодня выпила и позволила ему. Вот и славненько, хмыкнул он, сжимая ее ягодицы. Все происходило в полной тишине. Юмика боялась лишний раз взглянуть на учиху, а он не понимал, с чего это устраивает прелюдию. Посадив ее на подоконник, он провел пальцем по ее малым губам и довольно слизнул ее сок. «Твое тело готово, а ты?» Спросил он, подставляя свою плоть к ее. «Давай быстрее», — выдохнула она, смотря в сторону. «Смотри в мои глаза», — он слегка повернул ее головку. «Я хочу, чтобы ты запомнила эту ночь», — Учиха плавно протолкнул головку и наткнулся на преграду. Глаза шатенки расширились от страха, а ноздри от возбуждения. Саски ухмыльнулся этому и не сильно двинул бедрами вперед, разрывая преграду на своем пути. Крик не заставил себя ждать. Юмика уперлась макушкой в стекло, выгибаясь долгой и пытаясь вытолкнуть очху из себя, делая себе еще больнее. «Дура», — выдохнул Саски. «Раз считаешь, что так будет легче, то пожалуйста», — он начал медленно двигаться в ней, заставляя вскрикивать от боли. Спустя месяц после праздника, Тихий и спокойный, будто большое зеркало, холодный и прозрачный океан. Солнечные лучки, пронизывая соленую воду, достигают дна, кротко затрагивают золотистый песок и яркие сияющие ракушки, гладенькие камешки и зеленоватые водоросли, ловят маленьких ловких рыбок, которые стайками весело забавляются возле берега. А на этих рыбешек охотятся чайки. Замечательная картина, и на нее смотрела девушка, но что-то ее защекотало. Наруто, сморщив носик, прошептал Такара. «Да». Учтиво спросил Узумаки, продолжая посыпать на ногу девушки песок. «Не надо». Она попыталась отвести руку мужчины в сторону, но из-за этого песок попал на имика. «Да мать вашу!» Вскипела она. «Идите вон в аду играйте». «Что с тобой?» Хором спросили удивленные голубки. «Что со мной?» «Да ничего. Просто мало того, что отравилась, так еще и задержка». А плющит, как при... Наруто, мягко попросила девушка в синем купальнике. Понял, улыбнулся голубоглазый и заорал на весь пляж, кто последний в океан, тот лох. Ага, тем более, что на пляже всего три человека, вздохнула мика, смотря на бегущего блондина. Давай, выкладывай, Такара присела перед подругой на колени. Теперь не отвертишься. Да что выкладывать-то? Вот у тебя все хорошо с Наруто, а у меня даже ничего и не светило с этим животным, почти кипела шатенка. Тогда я проснулась у него. Стоп, когда? Да после праздника, наморщилась Юмика. Так вот, я ни черта не помню, а он лишь ухмыльнулся, а у меня шоковое состояние. Он тогда сказал, что теперь я его собственность. А ты что? Женщина в синем купальнике ликовала, наконец-то, она узнает, что творится с ее лучшей подругой. А что я, ты же меня знаешь, я психанула, попыталась ему что-то разбить, за что поплатилась. Он меня тупо использовал. Никогда его не прощу. Теперь все время, как только ему надо сбросить напряжение, как он это называет, все время он видит меня, а я ничего сделать не могу. Начинаю сопротивляться, так он лишь усмехается и становится еще более грубым и жестким. Я говорила, что эти синяки из-за тренировок, Юмика провела по плечу. Это его хватка. Может быть, сказать Наруто, чтобы он поговорил с Саске, Такара. Ну ты что? Неудобно как-то. Смутилась женщина в красном сплошном купальнике. А что ты там про задержку говорила? Да забей, всего три дня. Такое и раньше бывало. Ага, плюс отравлений, шатенку выделила кавычки пальчиками. Складываем и получаем. Нет. Перебил Юмика. И вообще, а твой принц сейчас там сдохнет от скуки. Подруги посмотрели на валяющегося по пояс в воде блондина. Узумаки раскинул руки в стороны и смотрел прямо на солнце. Он думал о многом, но все время возвращался к тем, кто ему был дорог. Отец, мать, Джире, Сай, Сакура. Ее образ был особенно хорошо прорисован в подсознании, но он сменялся другим. Серые большие глаза, неуверенная улыбка, белоснежная кожа и черные волосы. Хинута, прошептал он с улыбкой. Наруто, ты опять любишь ту, которая никогда не будет с тобой, вздохнул Курама, появившийся рядом с голубоглазым. Отстань, слегка нахмурился Узумаки. Не отстану. Ты гоняешься за иллюзиями. Сам же не хотел выполнять ее просьбу, а теперь из-за одной ночи, начал лекцию Лис. Кьюби. Возмутился блондин. Знаешь, как ты меня сейчас обидел? Я значит хочу помочь ему, а он этот ярлык опять на меня вешает. Искривил черные губы от гнева девятихвостый. Прости, просто. Он заглянул глубоко в себя, а на мне дорога. А Такара? Уцепился демон. А она рядом, пожал плечами блондин. Вот именно, рядом. Рядом. И нечего гоняться за теми, кто никогда не будет с тобой. Тебе бы о семье подумать, «Не промывай мне мозги», — отмахнулся блондин. «Кто тебе промывает мозги?» — спросила Такара, присаживаясь рядом с Узумуки. «Да, есть тут такие», — он покосился на Кураму. «А что сразу я?» «Вот чуть что, так сразу я!» — запричитал Лис. «Кстати, народ уже приходит, так что ничего у вас тут не получится!» Курама. Заорали на него хором Джинчирики и его девушка. Два дня спустя как прекрасно идти тоненькой ленточкой тропинки, забывая обо всем, растворяться в величественной красоте леса. Он будто бы раскрывает свои объятия, и непроизвольно замираешь в немом удивлении. Тишина восхищает. И стоишь тут неподвижно, словно ждешь чего Думала Хинута, боясь идти дальше и наслаждаясь красотой природы. Неожиданно летает ветер, и все сразу ожило. Проснулись деревья, сбрасывая из себя пожухшую солнечную листву. О чем думает лес? О чем мечтает? Вглядываясь в оранжевые прожилки желтого кленового листа, спросила сама себя брюнетка. О лете с солнцем, которое осмеются и соловейных трелях о весне с ее первыми цветами, журавлями и цветущими деревьями. А волшебнице Зими, которая в скором времени придет, накроет его своим снежным ковром, и он заблестит на солнце. Кто тут? услышав шорох спросила она не бойся в примирительном жесте поднял руку член анбу выходя из за дерева я выполнил свою миссию дальше ты пойдешь сама он исчез спасибо цуннеди сама улыбнулась девушка делая еще несколько шагов козыши. ее душа взлетела высоко к небесам и это чувство полета она спрятала глубоко в сердце чтобы пронести через всю жизнь все потемнело девушка отключилась «Мы ее поймали», — отрапортовал Шиноби Тумана. «Хорошо, теперь у нас есть две козырные карты», — улыбнулась женщина с длинными волосами, напоминающими со спины елку. «Выступаем», — а их она кивнула на двух пленниц, — «держать в тени до тех пор, пока я не скажу, предлагаю обмен». «Есть». Мизукаги лишь хмыкнула и пошла медленной походкой за своими Шиноби. Тем временем в центре узыши Наруто пробирался сквозь толпу к другу. Саски. Крикнул он, брюнет обернулся. «Нашли?» «Нет», — помотал головой Учха. «Наруто!» «Со стороны леса идут из тумана!» Крикнула Юмика, спрыгивая со создание магазинов и ресторанчиков. «Курама!» «Да понял я, сейчас, два десятка оранжевых нитей, извиваясь, стали искать шинобесыри толпы и сообщать им о приближающейся опасности. Что за драка, а шума нет?» Показывая всем свои острые треугольные зубы, поинтересовался Сугицу, прибыв на место сбора перед деревней. Ога, старый знакомый, удивился он, увидев Анбу и Скири. А что вы сюда приперли? обратился он к. Хаузуки, отдай нам кубики рябыча, и мы уйдем, холодно произнес мужчина с биякуганом. Ага, сейчас, сплюнул точно ему под ноги парень. Кто вас сюда прислал? спросил Узумаки. Я, сказал кто-то за Шиноби. Те расступились, и вперед прошла Теруми. Наруто, решать тебе, отдаешь ты нам меч, мы уходим. Нет, значит мы убиваем вас всех, так как большинство тех, кто присоединился к тебе предатели Киригакури. И разрушаем то, что ты построил. Никто никогда не отнимет у меня больше то, что мне дорого. Дневно изрек он. Убирайтесь. И не стыдно тебе повышать голос на тех, кто старше тебя? Подсоколомей. Начинаем отдала она приказ. «Наруто?» — спросил Саски, тот лишь кивнул, в воздухе застыл звук молнии. «Шиноби Узуши! Слушай мой приказ! Убить всех!» — заорал Узумаки, кидаясь на... А. Джанин Туманы закрыл собой начальницу, испуганно смотря на Узуши Каги. Наруто с холодом в глазах, начал лупить некогда товарища, с которым сражался за правое дело. Задействовав режим Биджу, он начал наносить ужасающие удары, от которых того спасал лишь Бьякуган. «Этот Бьякуган не принадлежит тебе, воришка. Я передам его тому, кто по природе должен использовать его. Эти печати мне не помеха». Отрастив еще четыре руки из чакры, он схватил Ай и начал формировать Арсенренга. Мей оставалось лишь смотреть на это с широко раскрытыми глазами. Она вспомнила его слова перед отбытием. Наруто, остановись. Ты же не такой. А ты что, ждала такого знакомого глупыша? Нет, все позади. Убить всех. Сугицу, нужно 150 клонов на стену. И еще 90 к нам, немедленно. Да. В сию секунду появилась куча копий 20 шиноби на стене, готовых сложить печати и встретить неприятелей по Изушовски. Шиноби туманы застыли, они не ожидали увидеть здесь больше 50 человек этим замешательством и воспользовались шинобиозыши. Саски активировала матеросу, не щадя чакры людей. Наруто развеял клоны и вошел в режим отшельника. Сложив печать и набрав побольше воздуха в легкие, он выдохнул ужасающим струю ветра. По крайней мере половина ощутила на себе последствия техники. Ужасающие порезы на ногах, руках и туловище – вот результат. Узумаки потянулся к правому глазу А, но на его пути встали печати. Он даже ухом от удивления не повел, лишь прикоснулся к ним и начал накоплять чакру. Надписи на печать их засветились, становясь все ярче и ярче. Мощная волна чакры заставила их разлететься на маленькие кусочки, и аса дрогнулся, когда тоненькие нити из чакры лиса вонзились в его незащищенный глаз и вырвали его. Зажав в руке глаз оппонента и вспомнив, что ни одного одноглазого хьюга нет в Канохе, Наруто раздавил орган. «Вот так будет справедливо!» Удар ногой сильнейший Джанин Кири отлетел на несколько метров, а Узумаки присоединился к общей драке. Но даже в режимах отшельника и Биджу, он пытался держаться подальше от Райджина и Фуджина. Саски уже не использовал левый глаз, подключая правый. Фиолетовый скелет в доспехах, который еще и проводил молнию, производил впечатление. Стоять! Оглушил всех крик Мизукаги. Все застыли, прислушиваясь к тому, что скажет эта беременная женщина. Наруто, предлагаю обмен. Из-за деревьев вышли двое крепких мужчин, держа двух девушек за запястье, приставив к их шеям куная. Что? Глаза блондина округлились. Отступить. Отдал он приказ. Фуджин, Реджин, идите и покушайте. Еда. В унисон заголосили близнецы, убегая с окровавленного поля боя, да и тех, кто не успел уйти с их траектории бега. Наруто, совсем тихо прошептала Хинута, в виде любимого сквозь слезы в крови. Наруто, также тихо прошептал Такара, боясь за жизнь друзей больше, чем за свою. Узумаки обратилась к главе отстроенной деревушки Мей. «Отдайте нам меч, и мы уйдем, оставив этих двоих в целости и сохранности». Сугицу, золотистый покров спал с блондинок, режим жабьева мудреца тоже прошел, возвращая зрачки Наруто в нормальную форму. «Нет. Я не отдам его». — возмутился голубоволосый. «Возьмешь взамен то, что захочешь», — пообещал голубоглазый. Карин ухмыльнулся он. «Нет». Завопила Узумаки с очками. «Хорошо», — кивнул Наруто. «Вы теперь муж и жена». «Что?» — возмутилась красноволосая. «Не обсуждается?» — рявкнул блондин, забирая меч у Хазуки и отдавая его мей. «Отпустите их», — улыбнулась женщина. «Уходим». Узумаки появился рядом с девушками и обнял их обеих. «Как хорошо, что вы живы», — прошептал он, чувствуя их тепло и вдыхая такие разные ароматы от их волос. Хината лишь смутилась, а Такара положила свою руку на спину блондины и прошептала. «Все в порядке, ведь ты рядом». Узумаки появился рядом с девушками и обнял их обеих. «Как хорошо, что вы живы», — прошептал он, чувствуя их тепло и вдыхая такие разные ароматы от их волос. Хината лишь смутилась, а Такара положила свою руку на спину блондины и прошептала: Все в порядке, ведь ты рядом, Наруто! Мать твою! Что это было? К этой троице подлетела Карин. Ты мне ответишь, родственничек! Девушка стала трясти его за плечи, благо, он отпустил Хинуту с токарой. Помогите! прохрипел блондин, в то время, как все остальные умирали со смеху. Что это за тряска? Спросил появившийся из груди джинчурики Курама. «Узумуки! Вы меня достали!» Негодовал Демон Лис. Сначала один спать мешал, беря у меня чакру, потом, когда он закончил развлекаться, «Ты меня тут трясешь!» «А ну рассказывайте!» Уперев руки в бока, потребовал хвостатый. «Он!» Она дала подзатыльнику за шикаги, выдал меня замуж за этого. Она метнула куны в сугицу, послышался звук всплеска. Вовремя, выдыхая, пробормотала кульи зубой. Так радыся, развел руками девятихвосты, его все поддержали смехом, даже Учиха улыбнулся. Такара, что ты тут стоишь? Ты в первую очередь медик, и только потом девушка. Он не договорил, так как увидел еще одну девушку. Хинута: Так, это не сон. Нет, это реальность, подключился к диалогу Марина. Что? А почему на тебе нет повязки? сразу же переключил все свое внимание на гостью Курама. «Я ушла из деревни», — тихо призналась брюнетка. «Наруто, снова начал трясти блондину Карен, я тебя убью!» «Хватит его трясти, у меня его рамен в животе сейчас взорвется», — пригрозил лис. «Что?» — повысив голос, спросил Наруто. «Так вот из-за кого я не наедаюсь?» «Так. Все, достали». Решил сразу все разрылить у Карин, бери пример с Токарой и лечи пострадавших. Курама, спрячься. Наруто, берешь Хинуту за руку и идешь разбираться, что с ней делать в своем кабинете. Хинута, это не то, что ты сейчас подумала, поспешил разъяснить он, увидев, что девушка на грани обморока. Все раненые в больницу. Сугицу, ждешь Карину меня в кабинете. Идзакуми, принеси мне бланк для заключения брака, Юмика, Джува, будете свидетелями. Карен, не придешь через час, убью. Все остальные по своим делам. Всем все ясно? Спросил черноглазый. Нет, подал голос Узумуки. Что тебе непонятно, мой ненаглядный раздражитель нервов. Спокойно спросил второй человек в деревне. Почему ты распоряжаешься и что делаешь ты? Ты бы не додумался первое. Второе тебя любят, а меня боятся, значит, выполнит все. Третье у тебя тут новый житель намечается, я буду почищать поле. Но, если хочешь, можешь сам раздать распоряжение, ухмыльнулся Брюнет. Так, делаем все то, что сказал этот возродитель, он выделил это слово кавычками из пальцев, своего клана. Все снова засмеялись и направились в деревню, а Саске, негодуя и злясь, стал сжигать тела убитых с помощью аматерасу. Его успокаивал вид горящего черного пламени. Ему нравилось тихое потрескивание огня, Ему нравилось управлять этим пламенем. Когда догорел последний труп, Саски закрыл глаза и улыбнулся. «Кого же ты выберешь, Наруто?» Легкий ветерок слегка прикоснулся к его лбу. Учиха вдруг представил перед собой Тачи. «Брат, я выбрал ту, которая поможет возродить наш клан, но согласится ли она?» Ветерок принес с собой маленький листик, который ударил его в лоб. «Опять ты за свое!» — улыбнулся мужчина, открыв свои глаза. Мне тебя не хватает. Прости. Кабинет Наруто. Наруто усадил Хинату на диванчик и сел рядом. Он смотрел на нее со смешанными чувствами, он не знал, что надо говорить и просто смотрел на девушку. Хинату удивило то, что вся обстановка была точно такой же, как и в кабинете Хакаги. Она не понимала, что чувствует ее любимый. Она боялась только одного — причинить ему неудобства. Хинута все-таки начала разговор у Зумуки. Ты, правда, ушла из листа? Да, кивнула та. Почему? спросил он. Хината лишь сжала кулачки. Не хочешь, можешь не говорить, улыбнулся голубоглазый. Будешь готова, скажешь сама. Я могу предложить тебе место в рядах Шина Бюзуши, если ты это хочешь. Квартира будет, если. Он хотел что-то сказать, но не смог. Если ты, конечно, захочешь это. «Я хочу», – тихо сказал Хьюго, отчего расстроившись. Ну, тогда, Наруто быстро подошел к столу и достал оттуда протектор. «Добро пожаловать в Узуши», – он протянул Хинати протектор и улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Спасибо, Наруто-кун», – робко улыбнулась она и повязала протектор на шею. Вдруг чужие пальцы ласково приподняли ее подбородок. Хината утонула в голубых глазах у Наруто тоже потерялся в серых глазах девушки. Он захотел ее поцеловать, уже две руки держали ее милую головку, оставалось совсем чуть-чуть, но... Всегда есть такое «но», которое может перевернуть весь мир с ног на голову, или испортить самый романтический момент. Отставалось совсем чуть-чуть, но что-то в светлой головушке голубоглазого нажало на стоп-кран. Наруто лишь улыбнулся и сказал «Никогда не прячь свои глаза и улыбку, хорошо». Договорились, кивнула брюнетка. «Ну, Тогда пошли смотреть твою новую квартиру, он помог ей подняться с дивана. Кабинет Саски. Так, все в сборе? Спросил Учха, смотря на четверых присутствующих здесь. Э, -э замешкалась девушка. Я Узумаки, но не та, которая замуж выходит. Идзакуми, я не тебя выбирал взамен своему уме. Договорить да, Сугицу не успел ничего. Я не хочу быть с ним. Карин пинком открыла дверь. Если я тебя поцелую, ты согласишься?» Подергивая глазом, спросил Брюнет. «О, Саски-кон, я знала, что в этот раз не договорила невеста. Учха. Она моя». Сугец ударил кулаком по столу. Успокоились. Рявкнул второй человек в деревне. Все чин по чину. Глава клана Узумаки договорился с главой клана Хазуки, так? Задал он вопрос и тут же ответил. Так, значит, все правильно. Саски, ты же знаешь, как мы с ним ладим, начала Карен. Знаю, поэтому, ты должна стать его женой. Почему? Так ты сможешь его заставить делать все, что хочешь, а он и пикнуть не посмеет, подмигнул Учха. Да, закусила нижнюю губу от предвкушения чего-то нехорошего для своего жениха. Зачем ты ей это сказал, я ее теперь боюсь, поежился акульей зубой. Неужели ты не справишься? Ухмыльнулся Саски, «Будет очень интересно посмотреть, кто из вас победит. О чем ты это буду я?» Хором ответили помолвленные несколько минут назад. «Буду считать это за согласие», — вздохнул он, опершись о стол локтем и подперев щеку тыльной стороны ладони. «Вы распишитесь здесь», — он указал пальцем на строчку. Сугицу и Карины тут успели подраться, в итоге они разодрали бланк и сломали стул. «Так, если вы еще что-то испортите...» «То я вас обоих скормлю нашим близнецам», пытаясь избавиться от нервного тика, пригрозил Учиха. Все рассмеялись, а Саски стал ворчать и заново заполнять бланк. «Подписывайте!» — приказал он. В этот раз все обошлось благополучно. Теперь свидетели, после того, как две подписи были поставлены, Саски вздохнул с облегчением. «Все свободны, Узумаки, отнеси это наруто!» «Хорошо!» — Карин Тахазуки напомнил Сугицу. Все, забирай ее и исчезайте с глаз моих. Джува, проводи их, распорядился очиха Все вышли, Юмика направилась к дверям, но ее остановил властный голос. Я тебя не отпускал, на шее девушки оказались теплые губы. Саске, не надо, прошептала она. Почему же? Спросил он, закрывая дверь. Не надо, прошептала девушка, позволяя одинокой слезинке спуститься по щеке. Надо, прошептал Учха прикусывая кожу на шее девушки и оставляя там след. Послышался звук расстегивающейся молнии, Юмика не выдержала, не трогай меня. Звонкой пощечина достигла своей цели. Такого учиха не ожидал, девушка в слезах выбежала из помещения. Что с ней такое? Пожал он плечами и сел в свое кресло. Час спустя. В центре Узыши. В Узыши пожаловал клан Фума. Они отказывались говорить с Саски, так как им нужен был ученик великого отшельника. Но никто не мог найти Наруто, пока Саски не догадался прокричать на всю центральную площадь Узумуки. Тут к тебе владелец и приехал. Результат не заставил себя ждать. Уже через две минуты Наруто был около Саски и всматривался в лицо каждого. Саски, мать твою, что ты мне врешь? Зарал Джинчирики. Они хотели только с тобой говорить пожал брюнет плечами. А... Наруто только теперь понял, что перед ним новые люди. А вы кто? Говорить начал неприглядный на вид с большой щетиной мужчина. Клан Фума из страны рисовых полей, склонился он. Мы хотим служить ученику Джираисама. Саски, распорядись, чтобы их разместили и выдали повязки. Вздохнул блондин и поплелся куда-то. День первый. Карин осматривала каждую комнату и требовала сделать полную уборку, что неимоверно раздражало ее новоиспеченного мужа. «Да здесь уже все вылезано!» — взбесился он. «Секса не будет», — пожала плечами красноволоса и села на зеленый диван, рассматривая картину с осенним пейзажем леса. «Да ты уже достала меня за эти четыре часа!» Акуль хотел зарубить девушку мечом, но не обнаружил его за спиной и плюнул. Вытирай, тут же отреагировала Карен, поправляя очки. Я не намерен жить в свинарнике. Ну и не живи, пожал плечами Хазуки. А если что-то не нравится, то возьми и убери. Если я буду убирать, то у меня голова заболит, хмыкнула бывшая Узумаки и включила телевизор. Сугицу психанул и вышел из гостиной. Да, чувство, что Саски был прав только отчасти, вздохнула Карен, смотря на синие обои. Нет, я так жить в полной безвкусице не могу. Сюда лимонные нужны обои, а лучше краску. Если дети пойдут, то отмыть реально будет хоть что-то. Блин, о каких детях я думаю? Все равно заставлю Наруто нас развести. Тоже мне придумал, фыркнула она, размахивая руками. Пульт вылетел из ладони и ударился о сервант, с которого упала ваза, расписанная к жилью. Медленно развернувшись в пол оборота, девушка только широко раскрыла глаза, хлопнула и махнула рукой, мол само все разрылится. «Что здесь у тебя происходит?» В комнату вбежал на Хазуки. «Ничего, мне просто ваза не понравилась», — пожала плечо очкастая. Мужчина опять плюнул и пошел продолжать прерванные водные процедуры. День второй. Парень с голубыми волосами проснулся из-за сильного горячего потока воздуха в его лицо. Нарав на свою жену, он получил совершенно тихий и спокойный ответ, который напрочь вывел его из себя, а у меня в сумочку уместился только финный шампунь. В итоге Хазуки пришлось целый день переносить вещи своей супруги в их квартиру. Он не подозревал, что Карин три раза возвращал вещи уже из перенесенных сумок назад с помощью свитка призыва и делал вид, что все еще продолжает их собирать. Под конец дня девушка смелилась над своим супругом и сказала, что все вещи собраны, на что он ответил «Я уже думал, что они у тебя вечность вечную не закончится». Когда они пришли домой, красноволосая отказалась готовить, сказав, что она очень устала за сегодня. Сугицу, матерясь самым изощренным способом, даже Хиден позавидовал ему из стартера, отправился чистить картошку, так как только он ее присутствовал в их кухне, выполненной в различных фиолетовых оттенках. Мужчина не позвал жену к столу, а когда та пришла сама, заявил, я делал, как всегда, ножи в раковине, картошка в тумбе, он кивнул в сторону окна, дай жареную картошку со сковородки. Кстати, если что, то сковородка одна, он опустил кухонную утварь в раковину, оставляя девушку кипеть от негодования. Но если хочешь, могу накормить тебя другим способом, он хищно оскалился и шлепнул Карин по папе, за что пришлось пропустить ее кулачок через голову. Ну вот, теперь у меня блузка мокрая, расстроилась девушка, уже придумывая, как будет мстить ему завтра. День третий. Карин рано утром заперлась в ванной и начала мыться, напивая себе под нос песенку. Сугицу тем временем решил, что пора бы ему получить свое, и растекшись по полу, оказался в ванне с голубым кафелем. Аккуратно подойдя к супруге, он жал в ладонях ее грудь, за что сразу же получил рукой с шампунем в глаз. Дура. Прокричал он, промывая под струями душа пострадавший от химии орган. Извращенец! Прикрикнула красноволосая, ударив его по спине и вылетев прочь из злополучной комнатки. Промыв глаз, Сугицу стал искать Карен, но в квартире ее не было. Обойдя все квартиры в доме, он плюнул на все и пошел кучха, жаловаться на жену. Саски лишь посмеялся над ним и посоветовал ему быть тверже. Буркнув брюнету, «Ну, спасибо!» Казуки ушел домой, где застал красноволосую за просмотром телесериала. «И где это ты шлялся?» — с упреком спросила она. «И кто это мне говорит?» — удивился Сугицу. «Это ты, голубка моя, где шлялась?» «В магазин ходила, купила продукты, жрать тебя приготовила». Перечисляла девушка. «И вообще, я тут у тебя образцовая жена, а ты меня еще попрекаешь» образцовая жена спит с мужем, они уходят в другую спальню, запирают дверь чекурой. Спать-то с тобой, допустим, и можно, пожалуй, плечом Карина, поправляя очки, но заслужил ли ты это? Голубой волосы ничего не смог сказать в ответ, так как бывшая Узумаки начала говорить с кем-то по телефону. День четвертый. Как только глава семьи проснулся, ему заявили «Мне не нравится зеленый диван». «Да вы лучше с седьмой квартиры поставим синенький, а... И зачем тебе это? Посмотрев как на сумасшедшую, поинтересовался Хазуки. Ну, знаешь ли, мои волосы некрасиво смотрятся на зеленом, а раз так, то секса на диване не будет, пожала на плечами. А поближе нет ничего! вздохнула Кулья Зубой. Только в седьмой квартире есть диван, остальные пустые, с обиженным лицом произнесла карен Ладно, вздохнул он и пошел запечатывать зеленую мебель. Когда все было сделано, бывшая Узумаки состроила озаренное лицо и изрекла, а лучше красненький, так мои волосы гармонировать будет, да и чужие я сразу увижу. А где я его тебе возьму? Возмутился юноша. В моей бывшей квартире, ты только этот туда перенеси, похлопала глазками из-за стекол девушка и улыбнулась. За хрена? Проорал он. Синий с красным контраст, у меня настроение пропадает, я становлюсь вялой и ничего не хочу, а если я что-то не хочу, то ничего не будет. На одном дыхании выплела она и с милым лицом спросила, еще аргументы? Чтоб тебя, выругался парень, запечатывая синий диван. Красный диван девушке очень понравился, но к нему пришлось менять ковер с первой квартиры, а к этому желтому с алыми тюльпанами ковру еще и журнальный столик из красного дерева из 22 квартиры. Кто это все распихивал по всему дому, возмутился уставший сугицу. Ой, не знаю, я кровати распечатывала. И то только там, где живут, подняла руки вверх, красноволосая. А откуда ты знаешь, что где? С возмущением спросил он. Я хозяйку в этом доме, хмыкнула она и ушла в свою комнату. День пятый. Милый, нам нужны другие занавески и постельное белье. Ворвалась с утра пораньше Карин к мужу в спальню. «Купи какие хочешь», — буркнул мужчина, пытаясь досмотреть свой сон. «Нет. Мы должны вместе выбрать», — возразила девушка, поправляя очки и кидая на кровать мужа его вещи. «Мне по хрену», зевая», — зевая, сообщила Кулья зубой. «Чем быстрее мы сделаем твою берлогу уютным гнездышком, тем скорее я тебе отдам свой супружеский долг», — как бы невзначай бросила главный и единственный козырь бывшей узумаки, уходя из спальни голубоволосого. Через час молодая миссис Хазуки вынесла напрочь мозг мистеру Хазуки: Слушай, все-таки лучше вот эти красненькие с хризантемами. Хотя нет, лучше вот эти желтенькие с маками. А может, затрахала. Перебил супругу сугицу. Какая нахрен разница? Тебе что, жить легче станет от этого, или кислорода больше будет? Ты что, спать на занавесках будешь? На них испуганно посмотрела пожилая женщина и продавщица ладно, я поняла, красненькие. Только не психуй, совершенно спокойно сказала она, а потом улыбнулась перепуганным женщинам. Не обращайте внимания, у него такое еще с тех пор, как над ним опыт Мару проводил. А кто все записывал и усмехался при этом? Зло прошипел голубо волосы. Нам еще краску в гостиную брать лимонную. Иди ищи, а я расплачусь. День шестой. Пока Хазуки отдохнул после запечатывания в свитке предметы гостиной мебели, Карин успела ему напакостить, открыв краску и закрыв окно в кухне. Сугицу красил стены краской лимонного цвета, припоминая, как на него вчера орали зато, что он почти купил краску солнечного оттенка, хотя лично он разницы не видел. Бывшая Узумуки спокойно готовила гороховый суп, пока ее благочестивый дышал краской. Я даже не подозревала, во что ее выльется конец первой брачной недели, хотя ее это нисколько не волновало. Когда Голубо волосы закончил с покраской гостиной, то его ждал небольшой сюрприз, в виде уже разведенного клея голых стен в прихожей с ореховыми обоями. «Ты издеваешься?» Облокотившись а на косяк, спросил он. «Нет, я уже все ободрала и развела», — помотала головой Карен, придерживая очки. «У меня в глазах все плывет». «Значит, Сегодня занятия любовью отменяются, вздохнула девушка и поспешила на кухню, еле-еле сдерживая смех. Сугицу, чтобы доказать, что он не слабак, стал клеить обои. Но после проделанной работы у него хватило сил только лишь для того, чтобы доползти до кровати и упасть на нее. День седьмой. Сугицу проснулся и тут же пошел в спальню милой женушки, у которой целую неделю был на побегушках, а она его благополучно динамила. Завалившись к ней в комнату, он чуть ли не описался со смеху. Карин спала в обнимку с тряпичной куколкой. Взяв себя в руки, мужчина тихонечко закрыл за собой дверь и подошел к своей самой любимой спящей красавице, которая вечно по пробуждению превращается в отпетую стерву. Медленно проведя по ее ноге от щиколотки до коленки, он усмехнулся, так как еще никогда в жизни не видел ее улыбки. Не той, которую она одаривала Саске, а настоящей. Слегка приподняв ее пеньюар, парень разбудил красноволосую. «Что ты делаешь?» Испуганно спросила девушка, поджимая под себя ноги. «Получаю то, что по праву мое», — облизал пересохшие губы мужчина, снимая с себя фуфайку. А у меня и попыталась придумать что-то на ходу Карен, критические дни. «Не бреши, ты даже без трусов сейчас», — Хазуки спустил штаны и залез на кровать к супруге, закусывая уголок нижней губы и нехорошо ухмыляясь. «Что, расширил в ужасе глаза красноволосая, все сильнее вжимаясь в спинку кровати. А что, разве нет? Усмехнулся он, пройдя рукой по голой коже бедра девушки и слегка сжав ее ягодицу. Нет, я не хочу, запротестовала она. Ты никогда не сделаешь мне приятно. Она попыталась ударить мужчину, но у нее ничего не получилось, так как ее супруг успел применить особенную технику своего клана. Ты так в этом уверена? Он дернул ее на себя за ноги. Пеньюар девушки задрался до груди, а его руки начали нежно ласкать ее живот. Да, прокричала она ему в лицо. Я уже доставил тебе однажды самое большое в мире удовольствие. Жаль, что ты не помнишь. Тихо прошептал он ей на ухо, держа ее руки над головой. Ты о чем? В непонятках спросила она. А как ты думаешь, почему я выбрал тебя вместо меча, хотя мог взять что угодно? Он резко разорвает полупрозрачную ткань на жене и жал ее груди. «Я тебя не понимаю». Она почти застонала, но сдержала себя, хотя ее тело стало как пластилин, подчиняясь рукам Сугицу и резко реагируя на них. Пить столько не надо было, увидев, что Учиха понес к себе Юмика, ухмыльнулся он и страстно поцеловал свою женушку. «Я сорвал твой цветок невинности в ту ночь, и ты испытала оргазм» прохрипел он от желания и принялся за шею красноволосой и ее ключицы. «Я тебе не верю», — прошептала она, прогибаясь дугой и трясь своими затвердевшими сосками о грудь Хазуки. «Тогда, мне придется тебе это доказать», — улыбнулся он, проведя пальцем по влажному лону женщины. Красноволосая часто задышала, но ничего не могла сделать, ни одна мышца ее не слушалась. Сугицу быстро стянул с себя боксеры, обнажив уже давно рвущуюся в бой плоть. Карина лишь сглотнула, удивив, какого монстра в диаметре ей придется в себя принять. Мужчина в очередной раз ухмыльнулся и вошел в девушку, он и лишь вздохнула, чувствуя невероятно приятную заполненность и растянутость. «Этого не может быть», – прошептала она с прикрытыми глазами. «Как видишь и чувствуешь, может, глава семейства начал двигаться в жене, наслаждаясь ее жаром и мягкостью». «Жаль, что ты уже не такая тесная, как в ту ночь праздника», — прорычал он, прикусив ее ушко. «Скотина!» — прохрипела она, тая от наслаждения, которое волнами охватывало ее и невольно начиная подхватывать ритм супруга. Они больше не проронили ни слова, продолжая предаваться неимоверной зверской страсти. Их тела были одним целым, их сердца бились в одном ритме, их чакра настроилась на одну частоту. Запахи любви и пота смешались в их покоях. Невероятные ощущения кружили головы. Карин вцепилась ногтями в его спину и начала расцарапывать ее. Сугицу было сейчас глубоко наплевать, что происходит с его спиной, он был счастлив с этой строптивой дамой, а другое его не заботило ни капли. Когда эта бешеная и дикая пляска тел прекратилась, и супруги обдышались, Карин посмотрела на того, кого никогда не замечала в тени своего идола, спасшего ее на экзамене в Канохе. «Почему?» — спросила она сам не знаю, пожал он плечом, поглаживая округлость ее груди. Наверное, правду говорят, что ненависть начала большой любви. Глупости, фыркнула красноволосая. Стерпится, слюбится это и есть правда. Глупышка, хмыкнул он, снова подминая под себя любимую стерву. Сам такой, улыбаясь, прошептала она, потянувшись губами к его рту. Вот видишь, мы идеально подходим друг друга, ухмыльнулся он, целуя супругу и проникая в нее. Всю прошедшую неделю после нашествия Шинобики и Гакури, Наруто сидел в своем кабинете, не подпуская никого к себе. Все это время он думал только об одном, кому он больше привязан из двух женщин. Такара ему была дорога безусловно, она напоминала ему чем-то Сакуру, и чувства эти были похожи на те, которые он испытывал к Харуна. Хина тоже была где-то рядом, но в стороне от этих двоих. Узумаки пытался понять, кого он действительно любит. Вот и сейчас он взъерошил свои белокурые волосы и тяжело вздохнул, кто она для меня? Заткнись! Прорычал Курама, материализовавшийся перед Джинчирики. Сам заткнись, слегка поморщился голубоглазый. Не огрызайся, не дорос еще, лис искривил свои черные губы, показывая клыки. И вообще, сколько можно ныть? ты мне весь покров испортил. Вон, волоски на хвостах посыкались. Это заявление немного развеселило за Шикаги. Хина тут ты любишь, понял? Люблю, согласился парень. но как? Как сестру? Как подругу? Как женщину? Достал уже своим нытьем. Учись, учиха, он себе давно уже семью создал. Что? Изумился глава деревни, набирающий обороты не по дням, а по часам. А почему я не знаю? Да он сам пока не в курсе, махнул лапой Курама. А ты нахер, ты лучше лишний раз посмотри, и потом, сколько можно еще сидеть в этой грязной обстановке? Демон посмотрел на пол, который был усеян коробками из-под быстро растворимого рамена. Кто-нибудь уберет, махнул рукой блондин. Так же, как и в твоей захудалой квартирке в Канухе. С сарказмом спросил он. Ладно, ладно, убер. Договорить у Зумаки не дал прилетевший сокол. Птица уронила что-то на стол блондина. «Письмо!» Удивился он, вертя в руках свиток с печатью Казикаги. «И что ты его рассматриваешь как бриллиант?» «Открывай!» «Сам открывай!» Гаркнул Наруто, запустив в Лиса каким-то документом, который, конечно же, пролетел сквозь него. Скрыв печать, Узумаки пробежал глазами приглашение на свадьбу друга и ухмыльнулся. «Дождались!» «Чего?» Удивился Лис. «Ничего!» Узумаки сложил печати и они оказались перед Учиха. «Саски, ты несколько дней за главного в деревне», — заявил Узумаки и снова исчез в облачке пара. «И что это было?» — удивился Брюнет, посмотрев на Джува. «Вроде, ты у Зашикаги, пока Наруто не вернется», — пожал плечами рыжеволосый. «Больно мне это надо», — вздохнул черный глазой. Это последовало как приказ, неуверенно предположил мужчина. «Нормально, я за него, значит, все уже неделю разгребаю, а теперь... А теперь он меня это все официально заставляет делать?» Заорал Чиха. «Перестань», — поморщился Джува. «Так что там насчет твоего восстановления клана?» Попытался перевести разговор на другую тему Рыжий. «Ничего, мне некогда», — Саски встал из-за стола и ушел, громко хлопнув дверью. И так всегда, вздохнул Джува, уже давно привыкший к таким резким сменам настроений последнего из представителей клана Учха. Сунагакури. Дом на собаку. Наруто появился в знакомой, светлой и просторной прихожей своего друга. И застал все их семейство в весьма неловком положении. Гара и Конкура держали руки Нара так, чтобы тот не сложил печати. Шикамару слегка скривил лицо, смотря вместе с двумя родственниками Тимари на эту особу. Она же, держа за спиной альбом, открытый на весьма милых детских фотографиях Шатина и Красноволосого, довольно улыбалась. «Ну, так вы его отпустите?» — спросила она. «Милые голенькие малыши», — посмотрев на фотографии, прокомментировал Курама. «Согласен», — ухмыльнулся Наруто. «Как думаешь, я тоже таким же был?» «Я спал», — скрестил лапу лис. «Наруто!» «Какого хрена?» — заорал в этот момент Конкура. Меня Гара позвал, улыбнулся во все 32 зуба блондин, указывая пальцем на младшего из семьи. Гара. Зарал Конкура, выхватывая нитями чакры семейный альбом из рук сестры. А что я? Меня Мацури заставила приглашение всем за неделю разослать, оправдался Казикаги. Что? Еще целую неделю? Удивился блондин. А ты что тут делаешь? Узумаки уставился на брюнета с высоким хвостом, он за мной, улыбнулась Тимари, вертя в руках те две фотографии. Все, забирая ее хоть к черту на кулички, психанул конкура, швыряя альбом на пол, уходя на улицу. Никакого секса до свадьбы, поставил свои условия Гара, понял? Тимари дико рассмеялась, ударяя кулаком в стену. Шикамару лишь позволил себе улыбнуться и кивнул, договорились. Все равно это слишком напряжно. Что? Истерика блондинки, тут же прекратилась. Значит, тебе со мной слишком напряжно. Убью. Ленивая задница. Зарала она на любимого. Понеслась, тяжело вздохнул самый главный лентяй Канохи. И угораздило бы меня пойти по стопам отца. Ну, я так понимаю, мне назад можно, улыбнулся Узумуки и исчез в облачке пара. Узышла Гакури. Саски шел по улице деревни и думал о чем-то своем, когда прямо перед ним появился голубоглазый блондин. Саски, все, я вернулся. Дби, вздохнул Учха, уходя дальше. Кстати, мне тут один хвостатый нашептал, что ты уже создал семью, но об этом не знаешь, подмигнул самый непредсказуемый Шиноби. Не понял, резко остановился Саски. Ну, если великий и всемогущий представитель клана Учха не понял, то куда уж простым смертным, рассмеялся Наруто, ударив друга по плечу. Ладно, мне еще кое-кого проверить надо. Глава деревни побежал к новостройкам. Дурак, улыбнулся Брюнет, слегка помотав головой. И кто его до правления допустил? Ах да, это же я сказал, что лучше дать ребенку игрушку по первой его просьбе. Подул легкий ветерок и растрепал слегка черные как смоль волосы мужчины. Он взглянул на звездное небо и усмехнулся. Луна сегодня была довольно большой и яркой. Когда-то, в такую ночь он сильно устал, тренируясь метать куна, и точинес его на спине домой. Дойдя до большого дерева, растущего на относительно одинаковом расстоянии от леса до деревни, мужчина запрыгнул на его нижнюю ветку и сел, прислонившись к стволу. Наблюдая за медленно плывущими облаками, он не заметил, как уснул. Вдруг, что-то прохладное коснулось его лба. Саски приоткрыл глаза. Перед ним сидел дух Итачи. «Брат, Прошептал он, чувствуя, как что-то горячее жжет глаза. «Можешь поплакать», — улыбнулся он, слегка наклоняя голову влево. «Сейчас этого никто не увидит». Итачи выдавил он из себя, пытаясь не разрыдаться. «Ну-ну, ты что?» — удивился старший из братьев. «Я тебя ненавижу, понял?» — выкрикнул он, не поднимая головы. Мужчине было неимоверно стыдно за то, что он расплакался перед Итачи. Ты должен восстановить наш клан, Итачи приподнял голову Саски за подбородок. Женись на Имика. Что? Слезы сразу куда-то исчезли. Она не может забеременеть. А ничего, что она беременна? Вполне серьезно спросил Итачи, откнув брата в лоб подошечками среднего и указательного пальцев. Что? Встрепенулся брюнет, но никого поблизости не было. Сон. — спросил он сам у себя, но подул ветер и какая-то палочка ударила его в центр лба. «А она и вправду носит моего ребенка?» «Надо будет спросить у Хинуты», — решил он. «Квартира Хинуты». Наруто мялся на пороге уже несколько часов, не решаясь позвонить в дверь к женщине, которую решил сделать своей супругой. А тем временем за дверью Хинута всю ночь не могла уснуть, наблюдая за звездным небом и луной. Она не знала, что ей делать дальше. Она не видела любимого уже целую неделю, но не теряла надежду. Женщина улыбалась, вспоминая все те моменты из своей жизни, когда проводила время с неугомонным голубоглазым Джинчурики. Вдруг раздался звонок в дверь, Хината активировала Биякугом. Увидев любимого, женщина сразу же подбежала к двери и открыла ее. «Привет, Хината», — улыбнулся глава деревни. Хината потянула Наруто за собой в квартиру. Он захлопнул ногой дверь. Быстро предали в гостиную, они зашли в спальню. Постель была еще не заправлена. Узумаки повалил сероглазу брюнетку на смятые простыни, начал ласкать ее грудь, живот. И женщина закрыла глаза, чтобы насладиться каждым прикосновением своего любимого. Его руки нервно перебирали тонкий шелк ее сорочки, наконец сняли ее. Ощутив прикосновение мужских пальцев к груди, Хьюга едва не задохнулась. Наруто прильнул к ней губами, а обладательница Бьякугана судорожно гладила его влажные волосы. Она испытывала потрясающее, всепоглощающее желание, волнами перекатывавшееся по ее жилам. Прикосновение его языка, к доведенным до крайней степени чувствительности соском, было как удар электрического тока. Сквозь пелену чувственного дурмана она понимала, что играет с огнем, что ничего хорошего из этого не выйдет, но воля ее была парализована, и вся она была переполнена такими ощущениями и эмоциями, о существовании которых и не подозревала. «Хинута, -то, с тобой все в порядке?» — спросил Наруто, пощелкав пальцами перед глазами брюнетки. «А что?» — спросила она. Вдруг заработал лифт, а потом и его двери открылись. На площадке появился черный глаз брюнет. О, значит, не разбужу. Искривил он губы в улыбке. Хинута, не можешь посмотреть, Юмика, случаем, не беременна. Хорошо, кивнула женщина, активируя свои глаза. Посмотрев на несколько этажей вверх, она увидела Юмика, а внутри нее какой-то комок. Прищурившись и резко распахнув глаза, сероглазая увидела ее циркуляцию чакры, а внутри другую. Переведя взгляд на Учиха, она удостоверилась в своей правоте. Она носит ребенка с такой же чекрой, как и у тебя». «Спасибо», – Брюнет снова скрылся за дверями лифта. «Ну вот, похоже, еще одна семья образовалась», – хмыкнул Узумаки, закидывая руку за голову. «Да сколько можно уже? Ты ей скажешь?» Морда лиса появилась из груди джинчурики. «Что скажу?» – не понял блондин. хина тихо засмеялась, наблюдая за этой сценой. Курама посмотрел на женщину и удивился, а как этот ты скрыла этот небольшой нюанс неделю назад от меня? Курама взглянул на лицо брюнетки. Короче так, ты за него замуж выйдешь? Поставил вопрос ребром демон. Ты что творишь? Еще рано. И потом, откуда ты узнал? А сколько ты сомневался, все волоски мне посек. И потом, Лис сделал выразительную паузу. А ничего, что она беременна. Повисло молчание. До узумники медленно доходил смысл произнесенной курамой фразы. Хината боялась пошевелиться, и тут он резко обнял ее, прижимая к себе. «Это правда?» Сероглазая лишь кивнула. «Ну и что же ты молчала?» «Глупышка!» Саски не понимал, что им движет, злость на имя Казата, что она скрыла от него свою беременность, или какая-то малая нежность, зародившаяся в его сердце к еще не родившемуся малышу. Он просто стоял перед дверью и боялся позвонить в нее. Вдруг что-то в его голове заговорило, ты ее не любишь. Она это знает, так почему же ты готов связать с ней жизнь? Она носит моего ребенка, моего сына, самоуверенно ответил он сам себе. А ты уверен, что она признает твое отцовство? И потом, а что, если у тебя не сын, а дочка? Издевалось что-то внутри учха. Куда она денется? у меня могут быть только сыновья», — заявил Саски и начал клашматить в дверь, вспоминая, что действительно много раз заставлял эту девочку мучиться и лить слезы, но не обращал внимания, так как привык добиваться того, чего хотел. Множество раз она просила его не мучить ее, но мужчина даже не хотел этого слышать, он просто грубо использовал ее тело. А эта юная женщина лишь тихонько проливала ручей слез, безмолвно рыдая, боясь лишний раз шелохнуться. Брюник прижимал ее податливое тело к себе в порыве оргазма и отпускал. Шатенка же, словно тень или вода, исчезала из его объятий и с полным чувством скорби и невыносимой печали, униженная в глубине своей души, но не подававшая виду, уходила к себе. Такое положение дел полностью устраивало Саске, но теперь, когда он узнал, что она беременна, все круто изменилось. Не выдержав больше такого напряжения, Мужчина активировал манкикью шарингом и прошептал о матеросу. Тут же черное пламя сожгло преграду в виде двери, но появился не очень приятный запах. Некоторым временем раньше. По другую сторону двери. Господи, кто так барабанит? Недовольно пробормотала Мика. Мало того, что ее бесцеремонно разбудили, так еще и голова раскалывалась от того, что она слишком поздно легла сегодня спать. Русоволосая девушка перекатилась на другой бок, но свободу движения ограничилась телом другого человека. «Что за ерунда?» Задала сама себе вопрос, она и открыла глаза, и тут же их снова закрыла. Нет, она не могла увидеть это. Ей привиделось бог знает что. Сейчас она снова откроет глаза. Женщина с опаской открыла левый глаз и едва не вскрикнула от ужаса. Рядом с ней, под одним одеялом лежал чихосаски собственной персоной. Как же это могло произойти? Единственное, что успокаивало, оба были одеты. Девушка вспомнила, что это ее клон. Развив технику, она слегка горьковато улыбнулась, думая, что разыгранное ее клоном предложение руки и сердца никогда не случится. В дверь по-прежнему стучали, и Юмик оказалось, что этот стук раздается прямо в ее голове. Она попыталась не обращать на это внимания, но тут вдруг стало пахнуть чем-то паленым. Похоже, ей придется самой разбираться с незваным гостем. Она уже догадывалась, кто это мог быть. «Кто там?» — спросила она, сев на кровати и судорожно пытаясь застегнуть пуговицы на блузке. «Юмика!» — голос в прихожей, без сомнения, принадлежал брюнету. «Да что стряслось? Началась война?» — спросила женщина, смотря на вошедшего в спальню мужчину. Он был крайне взволнован, хотя нет, он был взбешен, взбудоражен. Только не говори, что волновался за меня, или решил снова воспользоваться мной, потому что никого не можешь заставить это сделать, произнесла она голосом, переполненным пофигизмом. Дура. Почему ты мне не сказала? Нарал обладатель Шарингана. А что я должна была сказать? Хлопая глазами, удивилась Кунаича. То, что ты носишь моего ребенка, если взглядом можно было бы убить, то в Лазашлагакуре стало бы на одного жителя меньше. Что, удивилась она, не зная, радоваться или плакать. «Почему ты так уверен, что это твой ребенок? И вообще, кто это тебе рассказал? Да и потом, уверен ли ты в том, что это тире правда?» Засыпала брюнета хозяйка квартиры. «Не отвечай мне вопросом на вопрос. А то что?» Перебила его хозяйка квартиры. Учиха не стал долго с ней церемониться и повалил на постель, слегка сдавив ее горло длинными пальцами. Юмика стало трудно дышать, она вдруг увидела цветные и черные пятна на потолке, у нее закружилась голова. И тут, тот, кто стал причиной ее неожиданного пробуждения, потрясения, а теперь еще и нехватки и кислорода, очень тихо, но отчетливо и с расстановкой прошептал «Смерть». Казалось бы, одно слово, но какой эффект в такой атмосфере напряжения и страха? Прошло не более нескольких секунд, но они растянулись в века для этих двух молодых личностей. Даже несмотря на то, что я рожу тебе ребенка. Прошептала из последних сил Юмика. Ее сердечко билось, как птичка в клетке. У нее зазвенело в ушах, а в голове сильно отдавалось пульсация перемещения крови по сосудам. Умница, удовлетворенно улыбнувшись, прошептал обладатель черных глаз, отпуская горло своей жертвы. Юмика стала часто и жадно глотать воздух, но надышаться никак не могла. Вдыхая и выдыхая медленно, но глубоко. — посоветовал Учха, однако девушке лучше не стало. Она просто не смогла правильно применить его совет. Саски глубоко вздохнул, спрашивая самого себя мысленно за что ему все это и поцеловал мать своих будущих детей. Поцелуй получился медленным, как будто высасывающей силы, но тем не менее, дыхание Юмика восстановилось. «Спасибо», — буркнула девушка, понимая, что Саски спас ей жизнь. «Собирайся, ты теперь будешь жить со мной», — произнес он, выходя из квартиры. «На каких правах?» — крикнула вдогонку брюнета Юмика. «Догадайся», безразлично», — безразлично ответил он и исчез за дверями лифта. Шатенка ничего не стала говорить, она вернулась в свою спальню, легла на кровать и поняла, что очень сильно устала. Свернувшись калачиком, она обняла подушку и тихо прошептала в пустую квартиру, «Догори оно все твоим черным пламенем, я слишком устала». После сладкого зевка, девушка прикрыла глаза. «И вообще, я праздник хочу!» Слабо улыбнулась Юмика, проваливаясь в царство Морфеи. Несколькими этажами ниже. «Наруто, распиши меня с Юмика», — заявил Саске, как только дверь, предоставленная на время квартиры Хинуты, открылась. «Бака, Узумаки Лили сдерживал свои порывы гнева, ты мне самый лучший момент в жизни отравил. Интересно, что же это было?» С неким свойственным только ему сарказмом спросил Лучха. «Неужели, она уже завела твой моторчик?» Эта ухмылка могла стать последней в жизни брюнета, если бы Курама не остановил своего джинчурики. «Тебе жить надоело?» Поинтересовался Лис. «Ну, ты же меня защищаешь», хмыкнул единственный представитель Никогда Великого Клана. «Исчезни, зло», приказал Блондин. «А это кому?» Озадачился Девятихвостый. «Обоим». — рявкнул голубоглазый. Из недр квартиры Даню сиропкий женский голос. «Наруто, все в порядке?» «Да, милая», — сразу же изменившись в лице и настроении ответил Узумаки, но потом повернулся к лучшему другу и строго, только для того, чтобы позлить его, вымолвил неделю на подготовку достойного торжества. «Причем не только для тебя, но и для нас, понял?» Даже не выслушав ответа, счастливый глава деревни захлопнул дверь перед своей правой рукой и направился к любимой строгий ты, хмыкнул сводник, исчезая в теле блондина. Вот тебе бабушка Юрий в день, выдал учха, стой перед закрытой дверью. Ничего, сейчас кому-нибудь поручим Стоп, мне же надо узаконить отношения. Вот гад. Улыбаясь выругался Брюнет. И кто ему дал эту власть? Убил бы этого психопата, который помог ему заполучить желаемое. Снова забывая, что это был именно он, обладатель вечного Шарингана улыбался, заходя в лифт Но как только его двери закрылись, Саски снова одел свою маску из холодного и грубого камня эгоизма и пофигизма Кнаха Кабинет Хакаги Равномерное тиканье маятника, горы бумаг, которые только и делали, что навивали от тоску Всегда одна обстановка все это вгоняла Хакаги в депрессию, которую блондинка запивала рисовым вином Терпкая жидкость обжигала горло, но женщина к этому давно привыкла. Одиночество. В этом кабинете оно ощущалось особенно сильно. Эти стены давили, напирали, все время показывали, что она одна. Она не знала настоящей жизни деревни. Она видела лишь заказы и отчеты о выполненных миссиях. Она видела людей на праздники, но и тогда лишь мимолетно. Эти стены пытались ее убить. Здесь никогда больше не будет звучать задорного бачан. Здесь уже никогда не появится ни угомонный жизнерадостный блондин, резво выломающий дверь, а следом за ним никогда не зайдет ее любимая и лучшая ученица. Сакура больше никогда не ударит узумки по макушке с криком «Что я тебе говорила по поводу дверей?» Они никогда больше не будут устраивать переполох в ее кабинете через день, а она больше никогда на них не наорет. Терпкая жидкость снова обжигает рот. Это уже вошло в привычку, Хакаги понимала что она так скоро сойдет с ума, но ничего не могла с этим поделать. Цунди сама в кабинет робко заглянула Шатенко. А... Женщина оторвала взгляд от фотографии девушки с розовыми волосами. Он пришел, коротко сообщила она. «Спасибо, Шизуне», — ответила глава деревни, вставая из-за стола. «Проводите его в хранилище». «Да», — ответила девушка с короткой стрижкой. «Арчимару, ты должен помочь», — лихорадочно думала пятая проходя мимо охранников. Ты просто обязан это сделать. Ты должен ее оживить. После того, что я сделал для тебя, для твоего восстановления в рядах добропорядочных шиноби. Каждый ее шаг отдавался гулким эхом, лампочки противно пищали и резали своим светом глаза. Надо будет их заменить, пронеслась мысль в голове внучки первого, как только она остановилась перед большой металлической дверью. Вперед! мысленно скомандовала себе блондинка, отворяя эту преграду. Более яркое освещение заставило зажмуриться, но как только дверь закрылась, блондинка открыла свои миндальные глаза. У металлического стола стоял бледноликий мужчина с длинными волосами цвета вороного крыла. Посередине стола лежал свиток с почти разгаданным ключом, оставалось провести только одну линию для того, чтобы он раскрылся. Мужчина улыбнулся, проведя языком по губам и подбородку. Ты ее так любишь? задал он всего один вопрос бывшей боевой подруге. Да, тихо, но твердо ответила женщина. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь противным, но настолько привычным потрескиванием лампочки. Женщина мысленно прощалась, и совсем в этом мире она знала, какую цену ей придется заплатить за то, чтобы Харуна снова жила. Арчумар уже был абсолютно параллельно. Что будет происходить со всеми этими людишками? Он уже нашел секрет вечной жизни, но для притворения этого плана в жизнь нужно время, которое ему предоставят Сунади. «Хорошо, я подарю ей жизнь, но ты умрешь», — он провел по щеке женщины, наблюдая за ее реакцией. «Я все уже решила», — сглотнув комок в горле, Хакаги поняла, что в горле у нее пересохло. «Она будет марионеткой в моих руках, Криво усмехнулся Арчимару, сдвинув брови. Его глаза стали маленькими и холодными, они прожигали, заставляли чувствовать себя неуютно. Не боишься? Он слегка сдавил ее шею. И что же мне надо сделать, чтобы ты позволил ей делать то, что она захочет? Спросила единственная женщина из легендарной тройки снинов. Я всегда хотел получить твое тело, но было не до этого. Хищно улыбнулся Брюнет проведя кончиком языка попульсирующие венки на шее женщины мы уже шестидесяток десяток разменяли прохрипела блондинка она еще никогда так сильно не волновалась а кто об этом скажет удивился змеиный санин ты имеешь тело двадцатилетней, а я все время поглощаю молодые оболочки его ладонь легла на грудь синджу обещаешь всего один вопрос да всего один ответ больше они не проронили ни слова Арчимару стал медленно оголять пятую, пробегая кончиками пальцев по ее спине, бокам, немного округлому животику, который благодаря большой груди был незаметен. Цунади позволяла делать ему все, что тот захочет. Ей было все равно. Ее жизнь уже окончена, она давно сделала свой выбор. Змеиный сынин был недоволен тем, что его бывшая напарница по команде настолько холодно и неотзывчива на его прикосновение. Он сильно сжал ее грудь, но Цунади лишь поморщилась, брюнет провел пальцами по лону блондинки абсолютно сухо. Ему это не нравилось, но женщина уже давно перестала реагировать на какие-либо внешние раздражители, все заменяло рисовое вино, терпкое, но сладкое. Мужчина провел пальцами по ее бедрам вверх, его поразило, что в самом низу спины у женщины были две ямки. Также были на ровной и мягкой коже напоминания о серьезных ранах прошлого, но его это не волновало. Такие имеются у всех шиноби кунаичи. Приспустив штаны, мужчина резко вошел в хакаги. Тихий вздох из-за причиняемого дискомфорта, мелкие слезы обиды и короткая остановка дыхания. Тело Цунади вспомнило вкус этого плода и захотело отведать его еще раз. Арчимар улыбнулся, теперь она жила, соки любви начали выделяться для большей чувствительности. Двинув несколько раз бедрами, Арчимару положил партнершу на стол, закинув одну ее ногу на плечо, а другую отведя в сторону. Женщина выгнулась дугой, в этот момент она напоминала кошку. «Нравится?» Прошипел змейный сынин, в ответ раздался протяжный стон, заставляющий лишь ухмыльнуться брюнета. Цунади плакала и наслаждалась ощущениями. Ее что-то тяготило, но в то же время она хотела продолжать жить. Женщина не могла понять саму себя. Единственное, что она понимала, это холодный металлический стол под ней, а в ней чья-то теплая и пульсирующая плоть. Все остальное кануло, словно в небытие. «Ненавижу», — прошептала она, заставляя Рачимару улыбаться. «А твое тело говорит об обратном», — хмыкнул он, нависнув над лицом женщины. «Речи», — прошептала она, обхватывая его торс ногами, а руками пытаясь притянуть его лицо к своему. «Как прикажете, принцесса?» прошипел мужчина, проводя кончиком языка по ее щеке, убирая соленую дорожку от слез. Некоторое время спустя. У Цунади голова уже шла кругом, а каждое движение Арачимару отдавалось гулом в голове. Она уже возносила молитвы всем богиням и богам, лишь бы все это закончилось. Арачимару понимал, что после того, как Цунади достигла вершина богини, он доставлял ей лишь раздражение, но ничего не мог поделать так как очень сильно хотел сам вкусить дерзкий и запретный плод из рук Синджу. Блондинка отвернула голову в сторону, ее шея приняла очень красивый изгиб, змеиный сайнин сразу же приник к нежной коже и оставил заметные следы. Из миндальных глаз женщины выкатилась одинокая слеза, как только она упала на стальную поверхность, Арчимар навалился на Цунеди. «Спасибо», – прошептал он ей на ухо, не нарушь свое обещание», — напомнила Хакаги, ощущая его сердцебиение через плотную ткань рубашки. Она только сейчас начала ощущать, что кожа на бедрах сильно натерлась из-за штанов Арчимару, который тот только приспустил. «Вставай!» — послышался звук застегивающейся молнии. Синджу медленно встала, как бы пробуя себя после этого сумасшедшего поступка. Все было в порядке, она облегченно выдохнула, поднимая свою одежду с пола и надевая ее. Женщина понимала, что ей все равно, в каком она состоянии, но она не знала, как себя будет чувствовать Сакура, оказавшись обнаженной перед тем, кто отнял у нее несколько лет назад Саски. Она теперь впервые задумалась, что она вообще сделает, увидав Арачимару перед собой иной, находящийся в этом помещении. Тем временем надкусил мизинец и начертил недостающую линию на свитке. Раздался характерный распечатывание хлопок. Сердце Цунади пропустило один удар, когда она увидела улыбающуюся сакуру с пробитой грудной клеткой. Глаза девушки были приоткрыты, кончики слегка растянутых губ чуть-чуть приподнялись вверх по сравнению с обычным их местом расположения на лице Харуна. На лбу у нее были капельки пота и запекшаяся кровь, Ниже Синджу смотреть уже не могла. Да, она была лучшим медиком своего времени, да и всего времени существования медиков, но это не защищало ее от гемофобии. Рядом лежал Сай в развалившейся марионетке. Его глаза были закрыты, на лице застыла гримаса тревоги за товарищей. Цунди содрогнулась, теперь она поняла, почему Наруто винил именно себя в смерти друзей. Всего один кукольник. Однако, его остановили слишком высокой ценой, Особенно для Узумаки, ведь именно он выбрал себе двух помощников. «Ну, что стоишь?» Простой вопрос из трех слов прозвучал в этой тишине, словно гром молнии средь белого дня. «Как будто, ты так ничего не сделаешь», — буркнула Цунэди. «Я сделаю ее клона», а — Арчимару облизался. «Я знаю, что ты сохраняла здесь несколько своих яйцеклеток». «Кто тебе это сказал?» — тихо прошептала Пятая. «В свое время она сделала это втайне от всех». Неважно, нахмурился он. «Где они?» «Я принесу», — мозг блондин кельхорадочно соображал, что он будет делать с полученными клетками, но все ей казалось противным и мерзким. Она решила, что даст только одну клетку. Когда женщина вернулась к металлическому столу, то увидела, как бывший сокомандник уже отделяет что-то под микроскопом с помощью чакры от кусочка плоти Харона. «Держи», — она дала ему пробирку с генетическим материалом. «Всего одна?» — удивился бледнолицый, откидывая за спину мешающую прядь черных волос. Синджу в ответ лишь промолчала, понимая, что все может пройти неудачно. Так и получилось, первая попытка прошла безрезультатно. «У тебя их восемь было», — вспомнила Рычмару. «Откуда ты знаешь?» Глаза женщины полезли на лоб. «Мы с Джираи тоже генетический код оставляли. Получилось так, что мы нашли твою ячейку, пожал он плечами». Хорошо, что он не знает точного количества, пронеслось у нее в голове. Синджу без лишних слов принесла еще несколько пробирок. Арчимару весь изменился в лице, с каждой последующей неудачной попыткой он становился еще более сосредоточенным, все он делал еще более медленно и аккуратно, боясь запороть этот эксперимент. Когда осталась последняя яйцеклетка, Цунади мысленно попросила всех богов и богинь помочь Арчимару, так как отдавать две последние клетки она не хотела, а чужие брать нельзя. Получилось, выдохнул он, опустив руки. Она будет развиваться в теле змеи до тех пор, пока не придет время рождения. А женщина не может стать суррогатной матерью. Этот невинный вопрос вызвал целую бурю дикого смеха со стороны бывшего предателя. В грязный сосуд что не влей непременно прокиснет, отсмеявшись, заявил он. Ее код под влиянием женщины испортится. Но, ты будешь ее видеть, но иногда, перебил Арачимару, складывая печати призыва. Появилась небольшая красная змея с фиолетовыми узорами, в которую Синин поместил будущим Сакурухару на второго шанса. Никому лучше не говори об этом, Арачимару сложил печати. Шуншин но дюцу, последнее, что услышала от него пятая, перед тем, как мужчина исчез отсюда. Подойдя к трупу своей ученицы, она провела по ее глазам рукой. «Прости, Надеюсь, ты поймешь меня. Она понимала, что сейчас тела убитых начинают остолбенивать только потому, что все это время они находились в вакууме. Выйдя из помещения, она отдала приказ, стоящим на страже анбушникам, чтобы тебя привели в хранилище медиков. Он и уже сами должны все понять и сделать. Несколько дней спустя. Узышла Гакури. Кабинет Узу шикаги. Такара уже пять минут стояла и смотрела на Узумуки. Ей было больно из-за того, что ее первый мужчина ее бросил. Она понимала, что он поступил правильно, отказавшись от нее ради химоты и ребенка, но это было настолько глубоко, что эмоции заглушали голос разума. Наруто все это время терпеливо ждал, пока девушка что-либо скажет или сделает. Наконец, она собралась с духом, глубоко вдохнула и произнесла «Тебе это все равно? Ты желаешь, чтобы сказал, что мне жаль расставаться с тобой?» Блондин посмотрел на девушку уставшими голубыми глазами. Он понимал, что этого разговора не избежать, но он не думал, что это будет так скоро, да еще в этот период, когда надо все четко контролировать в деревне перед праздником. Она судорожно вздохнула и опустила взгляд. Ее плечи напряглись. Узумаки подошел к девушке. Она позволила себя обнять. Хотя знала, что это бесполезно, все прошло, все мертво, как буры листья, падающие с деревьев осенью в ее саду, хотя этот сад уже не ее, так же, как и Наруто уже не ее. Он никогда ее не принадлежал, она ему да, а он ей нет. «Мне очень жаль расставаться с тобой, Такара», — сказал он, поглаживая ее по предплечью. «Но я надеюсь, что не потеряю тебя как друга. А с ними ты останешься тем же самым, что и со мной?» Слабая надежда услышать «Нет, я тебя люблю, а я с ними только из-за семьи». Я не хочу, чтобы мой ребенок не знал своего отца, я не позволю ему испытать то, что испытал я. Я буду тем, кем и чем они захотят меня видеть, даже не задумываясь, ответил блондин. Близко, но не то, что она хотела услышать. Прости, она высвободилась из его объятий и направилась к двери, но помедлила перед тем, как ее открыла позволь я буду любить тебя безответно в тени прошептала она и убежала хлопнув дверью узумаки тяжело вздохнул понимая что самое тяжелое уже позади но всегда есть такое но которое может уничтожить все которое может перевернуть всю жизнь одного человека или целого мира нужно ли описывать этот день одной кунаичи скрытой деревне такара все время думал о них представляла себе, как он приходит в свою квартиру, хотя нет, это уже их квартира. Вот они разговаривают, сыплются бесчисленные шутки у Зумаки, стеснительные намеки со стороны Хинуты, он отвечает остроумно, все с той же широкой открытой улыбкой, как будто излучающий свет. Она представляла их в постели. Почти, как в испорченном видео расплывающееся движение рук, сверкание плоти, тихие стоны, набирающие мощь с каждым новым толчком, с усилением темпа. Разум отказывался это воображать. И все же она не могла перестать об этом думать. Девушка готова была убить Наруто, взять Куна и перерезать горло. И Хинату, и их ребенка, который даже не начал жить. Убить. И убежать. В надвигающуюся темноту. В другую деревню, в другую страну, в другой мир. Несколько часов спустя. Квартира Такары. Около девяти вечера, словно... Перевернулась страница. Прямая, как стрела, Такара села на скамканные постели и стала вырабатывать план. Безумный план, дурацкий план. Как будто он сам внушил ей такой образ мыслей. Совершенно новый, необычный для девушки. Она не помнила, где будет проходить свадьба, пришлось узнавать у людей на улице. Такара дрожала, сыпала проклятиями и грызла ногти. Мало кто знал о том, что в один день будет свадьба и у Чиха Саске, и у Узумаки Наруто. Для людей это стало взрывной новостью. Многие девушки, которые уже успели полюбить два у этой деревни, упали духом после новости о свадьбе брюнета, теперь готовы были лезть на стены. Пока жители деревни наводили справки, Такара чувствовала, как в ней росло чувство вины. Она не должна была завидовать Хинате, это было бы глупо, Узумаки же ее не любит он просто с ней переспал. А их отношения с Токарой — это нечто совершенно другое. Они любят взаимно, и это главное. Но я не могу быть уверенной в том, что он меня любит и любил, — прошептала она, смотря под ноги и роняя кристально чистые слезы на пыльную дорогу. Он меня не любит, — прошептала она перед столкновением с кем-то. Простите, — буркнула она и убежала, не разбирая дороги за пеленой своих слез. Что это с ней? — спросил мужчина у попутчика. «Да не обращай внимания, Джува», — махнул рукой Сугицу. «Вот ты мне объясни, почему я должен себя прилично вести на этой церемонии?» «Не отвечай», — махнул он рукой. «Ты мне лучше скажи, с какого отступника я должен вести эту церемонию?» «Наверное, это из-за того, что Карин тебя попросила поженить ее братика, а ты согласился, увидав ее оголенное плечко», — предположил лучший друг Акулизубова. Такара упала на свою постель без сил. Она даже не находила в себе сил на то, чтобы утирать слезы, они просто стекали по ее гладкой коже на подушку, которая еще хранила его запах. Девушка была рада, что так и не сменила постельное белье две недели назад, но в то же время она себя проклинала за это. Завтра придется снова через все это пройти, и я одержу верх. Все так глупо. С ты же невозможно воевать, хотя нет. С ней воевать легко но как вести войну с его ребенком на этих мыслях девушка заснула сон такары я представила наруто которому я хотела дать другую судьбу да так и не смогла я хотела сделать так чтобы хинута не появлялась в его жизни но это не получилось сделать она все время появлялась снова и снова он шел по тротуару оборачиваясь и провожая взглядом всех кого знал кого потерял или отпустил это выглядело страшным я тоже была там, я стояла рядом с ним, но смотрела на него, в его голубые и усталые глаза. Я вспомнила его лицо на фоне темного неба, когда он стоял на балкане перед тем, как во второй раз меня поцеловал после нашей первой ночи. Я почувствовала, что он держит меня в объятиях, а меня пронзает копье. Причем оно пронзает меня так, что этого не видно, но боль ощутимо зверская, его нельзя вытащить, так как задеты сердце легкие. Я вспомнила постель, его обнаженные мышцы, выпирающие вены на ногах, руках и около лобка. Я будто на его видела, как Хинута и их ребенок не могут его поделить между собой. Я встала с кровати, как лунатик. Вспомнив о матери, я хотела было надушиться ее любимым ароматом, но моя кожа до сих пор пахла только им, его запах заглушил бы даже аромат духов. Казалось бы, одно объятие, а я все еще помню этот момент в сотых долях секунды. Зачем я ушла из своей деревни? Лучше уж быть рабыней в доме, чем так страдать. Такара поняла, что говорила это вслух. Хорошо, сказал знакомый голос в темноте. Почему бы и нет? Раз это тебе улыбается больше. Нужно самой принимать решение, так сказала однажды Мика, когда ты спросила у нее, что тебе делать. Да. Я как раз собираюсь сама принимать решение. Спасибо, поблагодарила девушка и на мгновение увидела его. Сознавала ли она, что делала? По спине катился ледяной пот, в голове стучало и слегка подташнивало. Натакара выпила еще вина, появившегося в воздухе, оделась и напудрила лицо, чтобы установить барьер между собой и тем, кто придет из темноты. Это оказался мужчина, но вот кто, она не смогла определить. Конец сна Такары. Девушка распахнула глаза, ее прошил пот, дыхание избилось и было очень тяжелым, но веки опускались она, конечно, не могла заснуть, съежившись вместе со своей подушкой на помятой постели возле окна. Шатенка понимала, что оставаться здесь нельзя, что она должна идти домой. Но где мой дом? Слух спросила она пустоту. Плакать не было сил. Когда начало светать, она сидела все на том же месте. Такара понимала, что должна отправиться сначала к Эмика, а потом к Хинати Наруто поговорить с Юмикой, попросить совета, хотя нет, сначала надо не своего состояния. У нее же праздник. А заодно, поздравить ее и Наруто. А потом уже забрать свою любовь с собой в могилу, чтобы никому из них не мешать своей неразделенной любовью. Теперь я могу купить его, как любовь к нему купила мое сердце. Я могу сказать, что я беременна. Он принадлежал бы мне. И все же нет, я не в состоянии ни купить его этой ложью, ни владеть им. У него уже есть семья, он не бросит ребенка. Не могу привести этот замысел в жизнь, говорила она своему собственному отражению в зеркале, расчесывая волосы. Заснув перед зеркалом, она увидела его во сне. Он вообще приснился ей впервые. Они летели над деревней. Летели на крыльях, будто ангелы со старой религиозной картинки. Такара ощущала своим телом ритм движения крыльев вверх-вниз. Это не требовало никаких усилий, и приятно было лететь и видеть его летящим впереди. Парочка миновала порушенные реджинами и деревья неподалеку от северных границ Заши, и их тени упали на оранжевую осеннюю траву. Говорят, если летаешь во сне, значит, этот сон сексуальный, а ты растешь. Может, и так. Но ничего такого не было. Когда Такара проснулась, было раннее утро, и она выглянула в окно, чтобы посмотреть на озаренный оранжевым светом здание, куда падали тени других многоэтажек, охраняясь сны людей от солнечных лучей. За многоэтажками едва виднелся голубой кусочек неба, окрашенный в мягкую палитру розового желтого тых лучей красно-оранжевого солнца. Вид не казался больше ни безобразным, ни унылым. Ярко заражало жизнью небесное светило, Лет через пять, если она так и останется здесь, возможно, у нее будет ребенок, и они вместе будут смотреть на эту прелесть по утрам. Небо было голубое, как глаза Наруто. Очарованная утренним сном, солнечным светом осенней травой, Такара отправилась в ванну и включила горячую воду, тут же в ее голову полезли странные мысли, будто это все уже было. Собравшись на праздник, Такара решила идти сразу к зданию где будет проходить церемония, чтобы улыбнуться Юмика, поддержав ее этим, и с Наруто, что вчера все было слабостью, которая прошла, как болезнь. Под голубым небом здешний тротуар не казался таким уж неприглядным. Люди бежали в разные стороны, о чем-то споре на ходу, из колодцев валил пар. С балконов свисали цветы. Все улицы были украшены ими яркими лентами. Деревня была готова к празднику. На удивление Такары, она даже не видела обоих Узумаки, она забыла об их существовании, она видела Хакаги, приглашенную на праздник в качестве свидетельницы Хинуты, она видела Казикаги с его молодой супругой, который являлся свидетелем Наруто, но самих новобрачных она не замечала. Она видела только одну пару Юмика и Саске Учха. Праздник прошел весело и шумно, с королевским размахом все веселились, а некоторые даже подрались, но в целом, все прошло замечательно. С наступлением сумерек началось шоу пяти стихий. Все гражданские наблюдали за работой Шиноби, как за каким-то неземным представлением, когда это были элементарные техники. Наруто заметил Такуру еще на церемонии, но он никак не мог понять, почему она стала какой-то не такой. Но Курама ему напомнил, что она живет своей жизнью, а у него есть любимая, и надо уделять внимание ей, а не той, которая стала заменителем Сакуры, и то лишь в той части, которая отвечала за привязанность и дружбу, с чему Узумаки с легкостью согласился, поспешив уделить все свое внимание супруге. Юмика была счастлива, ее животик уже слегка выделялся, чему радовался Саски, так как это означало, что либо у него будет несколько сыновей сразу, либо что растет крепыш но он старался этой радости не показывать, что ему легко удавалось, все принимали это за гордость. Хотя гордость и радость у Чиха не разделялись никогда на два разных понятия. Несколько месяцев спустя. узошла Гакури. «Как ты можешь быть настолько спокоен?» Спросил Узумаки своего лучшего друга. «А что такого?» Удивился Саски, раскрывая зонтик от мелкого и раздражающего дождя. «Да нет, ничего», — с сарказмом произнес блондин. Просто Юмика рожает, а ты даже не в больнице, пристыдил друга глава деревни, но Наунова это не подействовало. Наруто, главной задачей мужчин оплодотворить и защитить, главная задача женщины выносить и родить. Уходя вперед, произнес учха. Наруто хотел было что-то сказать, но передумал и направился домой. Там его ждали любимый наследник. Выйдя из лифта, Наруто понял, что что-то не так, но вот что было не таким он понял только тогда когда открыл дверь квартиры. В помещении стояла идеальная тишина. Медленно пройдя на цыпочках в спальню, Узумаки улыбнулся. Два самых дорогих для него человека спали и улыбались. Но как только Наруто сделал еще один шаг, малыш словно ждал этого момента всю свою жизнь, подал голос, разбудив маму. «Что такое, сладенький?» — проворковала бывшая некогда Хьюга, нежно смотря на сына. «Папа увидел», — подсказал Курама, появляясь рядом с женщиной. «Добро пожаловать домой», — улыбнулась Узумаки мужу, беря ребенка на руки и неся на пеленальный столик. «Давай я», — предложил Джин обнимая стан женушки. «Ты не умеешь?» — слабо улыбнулась та, а Курама в это время поддакнул. «Да, не умеет, а еще ребенка угробят, лучше уж я». Это позабавило Хинуту, но огорчило Наруто. «Надо же когда-то учиться», — с этими словами, Голубоглазый приступил к сложному процессу распеленания грудного ребенка под замечательную музыку, имя которой детский плач. Аккуратнее, переживал Кураму понапрасну, в то время как глава этого семейства уже вытирал попку малыша. Ты же ему всю кожу сдерешь. Я что, враг своему первенцу? А фонариф от заявления демона, спросил Наруто, Хина же тем временем только улыбалась наблюдая за тем, насколько ее избранный нежен и осторожен с маленьким человечком, принесшим в их жизни недосыпание. Когда Наруто закончил пеленать ребенка, он бережно взял его на руки и стал укачивать, рассказывая, что произошло сегодня в их деревне. Создавалось такое ощущение, что малыш все понимает и глубоко осмысливает, так как его глаза были в этот момент такими же, как и у взрослых, но это были лишь блики света в его серых глазах. Наруто посмотрел на Хинуту и произнес, отдохни, я сам. Да, отдыхаю, я за ними прослежу, а то эти узумуки. Ты же их знаешь, перебил счастливого отца девятихвосты, на что сероглазый лишь слабо улыбнулась и направилась в ванную, сказав при этом, не скучайте, мальчики. Не будем, пообещал блондин, продолжая бормотать что-то своему ненаглядному сынку. Когда ребенок заснул, Глава деревни принес его в детскую и устало произнес «Джами, несущий свет, ты будешь великим шиноби». Он слегка провел пальцами по затянувшемуся родничку ребенка и ушел, буквально запихивая в себя Кураму, на что тот сильно сопротивлялся. Выиграв поединок с хвостатым, Узумаки зашел в ванную, отделанную розовой плиткой и штукатуркой. «Красавица, к вам можно?» — спросил он, присаживаясь на пол. «Ну, «Теперь-то уже поздно говорить, что нельзя», — ответила брюнетка, борясь с желанием закрыть глаза. «Знаешь что?» — сказал вдруг Наруто то, что пришло ему в голову, хотя почему вдруг? Он всегда именно так говорит. «Тебе надо побольше отдыхать». «Не говори глупостей, я и так отдыхаю», — попыталась возмутиться Хинота. «По твоим мешкам под глазами это видно», — покивал Наруто, за что получил порцию пены в лицо. Хината звонко засмеялась от получившихся усов Узумаки, и тут же ее смеху стал вторить голос малыша. «Ну вот, разбудили моего малютку», — протарахтел Курама, проходя через дверь к Джомию, при этом оставаясь соединенным с Наруто тонкой ниточкой чакры. «Знаешь, я еще одного малыша хочу», — спрятав лицо за прозрачной шторкой, — произнесла Хината. «Не вопрос», — убрав с лица пену, хищно улыбнулся блондин, целуя пальчики ножки любимой. «И чего мы ждем?» Протянув руки к блондину, спросила Узумуки. «Не знаю», — прошептал блондин, прижимая к себе тело жены. «Я не могу больше ждать», — признался Наруто, слегка покусывая шею и мочку уха брюнетки. «Ну и замечательно», — прошептала она, оттягивая вниз резинку штанов любимого. Узумуки тихо зарычал, отчего Хинато перестал лезть ручками туда, куда пока еще рано было тянуться по мнению главы клана. Наруто вытащил любимую из ванны и посадил на излюбленный многими предмет, некоторые называют его персональным троном. Его руки скользили по влажному телу женщины, заставляя его извиваться ужом. С ее губ сорвался стон, побудивший голубоглазого улыбнуться, он стал массировать ее груди, попутно оставляя аккуратные метки на шее и ключицах. Женщина-то испытывала смешанные чувства боли и удовольствий, отчего стоны становились все смелее и громче, Курама из этого появился рядом с дверью и грозно приостановил этот волшебный процесс, прекратили наклепывать мне еще одного спина грыза, либо же держите свои звуки внутри себя. Тихо засмеявшись, супруги дождались, пока лис снова уйдет к малышу, а потом снова продолжили свои игры. Нежные робкие поцелуя, словно они подростки, боящиеся, что их вот-вот застукают. Легкое смущение со стороны Хинаты и похотливая улыбочка Наруто добавляли некой пикантности в сложившейся ситуации. Также теснота и неприспособленность помещения для плотской любви придавали особую экзотическую окраску ощущениям. У Хинуты уже начала подергиваться нога от этих ощущений, но Наруто все продолжал мучить и себя, и свою любимую. «Войди», — прошептала женщина, но блондин лишь только поцеловал ее. Требовательно и ласково так, как целовал лишь однажды, узнав, что она беременна. Стащив с мужа майку, брюнетка попыталась сесть поудобнее, чтобы получить то, без чего уже начались судороги. «Хината!» — Прохрипел Узумаки, быстро снимая штаны и трусы. Наконец-то, улыбнулась она, прикрыв глаза в ожидании наслаждения. Наруто медленно вошел в супруга, рычать приятного чувства тесноты, сероглазый лишь выпустила из горла короткий стон почувствовав такое долгожданное чувство растянутости и заполненности. Мужчина, поддерживая Хинуту за аппетитное место, сел на опущенную крышку трона, насаживая на себя жену. Хинута начала все чаще позволять полустонам слетать с губ. Узумаки тихо рычал, завороженно смотря на большую грудь, наполненную молоком, опускающуюся и поднимающуюся в так движением. Хината почувствовала приближение экстаза, мышцы влагалища стали сокращаться, голубоглазый джин Чирики запрокинул голову, откинувшись на стенку. Бывшая Хьюга медленно провела руками от плеч до скул, жадно поцеловала, продолжая двигать бедрами. Вскоре оба получили такую долгожданную эмоциональную разгрузку. Немного отдышавшись, Узумаки заметил: "У тебя молоко побежало". Наруто все еще поглаживал ее бедра и низ спины. Надо Джоми ей покормить. — прошептала она в плечо мужа. «А можно я попробую?» Блондин приподнял тяжелую грудь матери своего малыша, от чего то и по телу пробежали мурашки, и прикоснулся губами к затвердевшему соску. Коралловый плоть тут же стала мягкой, и на язык мужчине попала капелька сладенького молочка. «Хочу родиться заново», — хмыкнул он. «А как же мы тогда без тебя будем?» — прошептала брюнетка, приподымаясь. «Эх, ну вот что мне теперь делать?» останусь с вами», — улыбнулся во все 32 зуба блондин. Неделю спустя. Квартира Учха. Роды были тяжелыми, но все обошлось хорошо. Саски уже две недели неустранно нянчился со своими наследниками, Хидиаки и превосходный первенцем и Каташи твердость младшим сыном. Юмика с малышами общалась только в те моменты, когда Учха приносил близнецов к матери, чтобы та их покормила. Но вскоре учиха стал понимать, что устает, и поэтому Юмика смогла общаться с малышами чаще. Ее вполне устраивало, что после родов Саски занял другую спальню, так как она не хотела больше мучиться так же, как и в этот раз. Сейчас же, в данный момент, вполне счастливый глава семейства держал на руках первенца и кормил его из бутылочки, нашептывая что-то про то, какими сильными будет он и его брат, когда вырастут. Юмика же кормила каташи грудью и слушала то, что обещал Учиха детям, которые еще ничего не понимали. Больше всего женщину поражал то, что Учха снимал свои маски только рядом с малышами, сразу было видно, что он их любит, чего не скажешь о других людях. С другими он холоден, жесток, в меру эгоистичен и чересчур горд. Ну, и высокомерен. Закончив кормить детей, супруги лишь посмотрели друг на друга, а потом Юмика произнесла «Поешь и выспись, а я тут пока сама». «Спасибо» — этим словом Саски заставил Учиха прирасти к полу. «За что?» — полушепотом спросила она пустоту, однако Брюнит услышал этот вопрос, подошел к матери своих детей и, немного грубо повернув ее лицо к своему, произнес «Спасибо за то, что смогла их выносить и родить. Я думал, что ты умрешь». Так всегда было, когда кто-то из нас использовал женщин с другой кровью. Кроме Хьюга. Видимо, ты тоже с каким-то особым бонусом в крови. Юмика стояла пораженная. Саски ушел, а она все смотрела в ту точку, где было его лицо. Да, действительно, кровь у нее необычная. Ее способность заключалась в том, что она могла приспособить любой тип чакры к своей. Или любой чужой орган об этом, однако, знать было никому не обязательно. Час спустя, когда маленькие орущие цветы жизни запели унисон своей серенады, Саски мигом появился рядом с женой и стал пеленать одного из сыновей. Они все делали молча. Оба понимали, что их ничего не связывает кроме детей, и притворяться надо будет только перед ними. Но насколько это будет трудно, не знал никто из них. После выматывающего напряженного дня теперь каждый проходил по одной и той же схеме, уставшие родители клали малышей на подушки, и падали рядом. Максимум они могли поспать три часа, а за весь день в сумме выходило часов семь. Никто из шиноби не подозревал, что с детьми так сложно. Но как только Узумаки и Киочиха узнали, что у Хазуки тоже в скором времени появится малыш, долго представляли его внешность и темперамент, а потом сошлись на том, что это будет та еще смесь но это будет незабываемо для всего мира Шиноби, что оно так и случилось. Но. Всегда есть такое замечательное «но», которое может испортить или увековечить что-либо, перевернуть это с ног на голову и так далее. Но, мои дорогие читатели, не будем забегать вперед. Всему свое время. Чуть больше шести лет спустя. Узышла Гакури. Да, заткнись ты. Бестолочь. Прокричала маленькая девочка своему брату сама затыкайся, обиделся Джамиль. Сразу видно, Узумаки, вздохнул раку белый гребень волны. Да ты сам наполовину Узумаки, вздохнула девочка с двумя светлыми хвостиками, посмотрев на красноволосого мальчугана. Так же, как и вы, оскалял свои акульи зубки самый младший из тех, кто тут находился. Блин, вот почему нас полукровки окружают. Поинтересовался Каташи у своего старшего брата. На себя посмотри, взъелся черный волос и мальчик с Биякуганом, несясь на младшего брата лучшего друга. «Не смей бить моего брата!» – прокричал Хидеки, принимая удар друга на себя, но взамен ударяя его в живот. «Драка!» – завороженно закричал Хазуки, устремляясь к двум брюнетам. «Таким похожим и таким разным одновременно!» «Полукровки!» – хмыкнул Каташи. Хоть внешне он напоминал своего дядю-деда, но вся гордость и непоколебимость досталась ему от отца, Отцом-то тяжело вздохнула дочка Узушикаги. Хитами вдвойне красивая. Ты как мой, а не старший брат. Поморщился брюник с большим Сурикином за спиной. Но признай, что чистокровных нет в нашей деревне. Узумаки заглянула в две черные бездны друга и тяжело вздохнула. Каташикон, ты слишком похож на своего отца, мне так папа говорит. А разве это плохо? Горделивая усмешка искривила лицо мальчишки. Немного, хотя нет, так тебя ни одна девочка не полюбит. И семьи у тебя не будет, закрыв глазки, Узумаки высунула язык. Да я тебя сейчас в землю живьем закопаю. Донесся до Хитами и Каташи голос Рако. Слушай, успокой их, а ты я обещала папе, что драться не буду, вздохнула блондинка, потирая свои руки. А я пойду в деревню. И вообще, почему мы выбрали именно ту поляну для игр? Задала она глупый вопрос, так как именно она выбрала эту поляну. Пройдя несколько метров в сторону деревни, Хитами краем глаза увидела свою маму, смотрящую в небо. Хинута сидела под деревом и вспоминала, как она узнала, что снова беременна. Сначала пропало желание спать, потом ее начала мучить бессонница, а потом Курама заметил изменения в ее циркуляции чакры и сообщил о том, что они с Наруто все-таки заклепали ему еще одного спиногрыза. Потом пошли быстро летящие дни и неимоверно приятные и долгие ночи, пока Такара не нарала на них, что они могут навредить малышу. А вскоре у них появилась малышка, похожая на Наруто, за исключением серых глаз. «Мам!» — услышала Хинута голос своей принцессы. «Да, моя маленькая мусамидочка, дочка, иди ко мне!» Она улыбнулась и протянула руки к девочке, но тут какие-то змеи обвели ее и тянули под землю. А, -а, -а. — кричала перепуганная девочка, не до деревни. «Папа! Что случилось?» Блондин заключил свою дочь в объятии. «Мама! Ее!» Тяжело дыша, пыталась сказать Хитоми, но не получалось. Хитомитин улыбнулся во все тридцать два зуба. «Что случилось?» «Не сюсюкайся со мной, обиженно надула губки!» «Ладно, а что ты хотел это сказать?» а...» Вспомнила сероглазая маму змейки утопили под землю. С большим выплеском эмоций произнесла она. Что сделали змейки? Удивился Саски, стоящий рядом с Узумуки. Маму забрали. Прокричала она. Втофлфилась? В деревню прибежали потрепанные мальчишки, они слышали, как кричала Хитами. А я с вами-то что? Удивился глава деревни. «Нефива!» хором ответили они, косясь друг на друга иду из-за синяки и выбитые зубы. «А что с Хинутой-то?» — спросил единственный голубоглазый блондин. «Ее змеи утащили!» В очередной раз прокричала пятилетняя девочка. Арчимару понял Саски. «Это я виноват, отчасти!» «Что?» — удивился Наруто. «Мама не вернется!» На серых глазах девочки выступили слезы. Отец Каташи подошел к Саске и заставил его сесть, а потом схватил за волос, отчего второй человек в деревне буквально хренел. Если это ты финофат, то верни маму Томитин во что бы то ни стало. Понял? Тот лишь кивнул, понимая, что со значением имени перестарался, но ничего не говоря. Так, все идете к Карине, сидите тихо у нее, а мы с Саски разберемся и совсем. Договорить Наруто не дала Учиха. Нет, я с этим разберусь лучше, после этих слов Учиха исчез. Надеюсь, ты прав, вздохнул Изумуки. Кто будет рамен за мой счет? Никто не ответил, так как настроение у всех было не очень хорошее. «Курама, выручай!» — мысленно произнес Джинчирики. «Опять Курама? Чуть что, так сразу Курама!» — запротестовал Лис, но появился перед детьми, заставляя тех отвлечься от плохого, а заодно подлечивая их. Саски мчался на север. Судя по тому, что сказала Хитами, тем, кто похитил Хинуту, был никто иной, как Арачимару. Учиха не задавался вопросом, как эта змея смогла снова воскреснуть, ведь именно он воскресил его из проклятой печатянка на войне, сейчас он на всех парах летел в сторону одного из бывших убежищ Санина. Ближайшее к водовороту место северо-восточное побережье, чуть уж не границ стран огня и горячих источников. Уже на подходе к убежищу, Саски понял, что не ошибся. Самин действительно был неподалеку. Охранные системы были активны, и случайный Шиноби никогда не обнаружил бы вход в убежище. Но Саски не был случайным гостем. В свое время он скрывался здесь вместе с Арчимару и его прихвостнием Кабуто. Осторожно войдя внутрь, Брюнет активировал шарингом. По свежим чакровым следам легко было понять, что хозяин тут, и что он ждет гостей. Уйма встроенных в коридор ловушек были готовы разрубить, зарезать, сжечь, отравить. Испепелить, насадить на колье и вообще сделать уйму разных вещей, несовместимых с жизнью. Саски не зря сказал Наруто, что справиться с этим делом лучше. Он еще помнил расположение ловушек, и смертельный коридор довольно быстро остался позади. Лишь пару раз парень нечаянно наступал на нажимные пластины. Но увернуться от нескольких острых маятников не составило труда, а Шаринган не дал пропасть, когда из стен полетели отравленные дротики. Вслед за коридором располагался зал, в который вели еще четыре коридора. Едва Саски вышел в центр комнаты, как факелы погасли, а пол начал вращаться. Старый трюк, но не особо действенный против того, кто знал нужную хитрость. Когда свет снова зажегся, Учиха без труда выбрал нужный коридор. Дверь в лаборатории Санин рухнула от мощного пинка, и Саски влетел внутрь, готовя себя к бою. Смотрите-ка, кто к нам пришел. Ядовито улыбнулся Арчимару, сидя в своем кресле, на его лице плясали языки пламени свечи. Неужто это сам Саски Кон? Аид рассчитывал, что нашу Узушикаги не решится сваливать грязную работу на старых друзей. Арчимару, Саски медленно достал Кусанаги из ножен. Где Химата? Какая жалость, покачал головой Санин, словно не заметив, что Брюнет уже активировал свой вечный мангике. Но с другой стороны, ты тоже подойдешь. Все что мне нужно, это... Договорить он не успел, Саски обрушил на него заряженный чикрой молнии клинок. Однако Рычимару, разумеется, не попался на такой трюк. Отскочив в сторону, он достал собственный клинок. «Саски, нам некуда спешать», — усмехнулся Санин. «Знаешь, оно, наверное, и к лучшему, что пришел именно ты. Ведь я...» «Заткнись!» — рявкнул Чиха. «Чидаригатана!» Снова твои игры с электричеством, ядовитая ухмылка не сходила с лица Рачимару. Знаешь, а ведь это тело при жизни было мастером ветреных техник. Клинок Санина побелел от чакры ветра, и теперь уже он сам бросился в атаку. Саски едва заблокировал удар, молния была значительно слабее, чем ветер. Учхат прыгнул назад, на ходу складывая печати. Катон, Гакак и Нодюцу. Огненный шар получился гигантским, Саски чакры не жалел но все же, огонь был недостаточно быстр, не успел идти с траектории удара. Так не получится, Саски Кон, усмехнулся Арчимару. Ты, зачем-то, бережешь силы. Давай, покажи мне все, на что способен. Я хочу удостовериться, что ты подойдешь. Хинута, наверняка, где-то здесь, мелькали мысли в голове брюнета. Если я применю что-то сильное, то смогу запросто обрушить убежище и похоронить ее под обломками. И тогда, черт, Наруто меня в лучшем случае просто убьет! А потом еще и Каташи разочаруется, я же ему всегда говорил, что ради них сделаю все, он попросил, а я. Но если я не буду драться в полную силу, то ничего не смогу ему противопоставить. Как все сложно! Сайский Кун протянул Санин, продолжая наносить удары, которые Учху хитрялся парировать только благодаря Шарингану. Мне скучно! Мирная жизнь не пошла тебе на пользу. Ты обленился и совсем разучился сражаться. А матерасу. Саски решил перейти на более сильные техники. Слепота ему не грозила, но, все же он редко использовал все возможности своего мангики. Черное пламя охватило Санина, но тот снова драл собственного тела. Вот это уже интереснее, хмыкнул Арчимару, глядя на то, как пламя пожирает его же останки. Ну, что еще покажешь? Антон, как Кагуцучи, прошептал Очха напрягая правый глаз. Огонь Аматера Сумы ментально окружил Санина. «Однако! Ковари Минодиуцу!» Веселым тоном прокричал Рачмау и исчез. На его месте был не маленький Валун. Саски крепко выругался и отменил технику. Огонь пропал, а глаза парни заныли. «Черт бы тебя побрал, старый змей!» Проворчал себе под нос Брюнет. «Обидно, да!» Раздался ехидный смешок за его спины. Тебя надули техникой, которую еще в академии проходят и преподают. Саски резко обернулся. Достаточно вовремя, чтобы успеть отклониться от нового удара Санина. Арчимар упустил в дело змей. Ядовитые твари волной поперли на парня. чидари гаши. Рявкнул Саски, и это помогло. Питомцы змеиного Санина не выдержали передозировки электричества. Но в этот момент в левое плечо Саски вонзили зубы Арчимару. Я смотрю, избавился от моей метки», — проговорил Санин, — «как только на теле парни снова проявились три тома». «Похоже, что Узуши не зря называют Родиной техник печати». «Верно», — слабо усмехнулся Саски и рассеялся облачком дыма. «Что за?» «Сюрприз! Еще двое одинаковых брюнетов обхватили Санина с разных сторон. Еще один ударил в спину, по которой тут же попал зловязь печати, заставившая Рачмару скривиться». Я тут кое-чему научился от Наруто, ехидно заметил настоящий Саски, появляясь перед Саниным. Теневым клоном, например. Я, конечно, не он, и не создам больше трех. Но больше мне и не нужно. А печать на твоей спине это особо парализующая печать полицию Узуши. Она обездвиживает пойманного и откачивает из него чакру. А теперь. Сусана. Потолок обрушивался. Призрачный самурай, скрывший собой Саски, был слишком огромен. «Пора достать то, что досталось мне от Итачи», — прогремел голос парня, а в руке воина появился красный клинок. Глаза Рычимар расширились от ужаса. Он еще помнил эту вещь. «Тацука на цуруге. Запечатывание души!» — выкрикнул Учха. Призрачный клинок устремился в сторону обездвиженного Санина. Обыскав почти все комнаты, Учха все-таки отыскал Хинуту, но его ждал небольшой сюрприз. «Сакура!» чуть ли не падая в обморок, спросил он. Ну вот, опять 25, надула губки девочка. Сначала эта женщина, приходящая иногда, потом эта жертва, понадобившаяся старому пердуну для опытов, теперь ты. Меня Мика Новая Луна зовут. Мика. По слогам проговорила она. Хинута, -то, с тобой все в порядке? На автомате спросил Учха все еще не понимая, каким образом Сакура Харуна жива, да еще и является ровесницей его детей. Да, Саски Кон, все хорошо. Как только клон Сакуры услышал это имя, память Харуна услужливо что-то подсказала, но девочка от этого потеряла сознание. У Чиха ничего не осталось, как взять эту девочку на руки и отправиться вместе с Хинатой в деревню. Узышла Гакури. Госпиталь. Нет, ты мне еще раз объясни, попросил Узумуки своего друга. «Это кто?» — он указал на закрытую дверь палаты. Мика, как она сама сказала, в очередной раз повторил брюнет, тяжело вздохнув. «Но это же Сакура!» — ничего не понимал голубоглазый блондин. сама, прошу вас, не орите!» Из палаты, где лежала маленькая копия Сакуры, вышла Такара и тяжело посмотрела на Джинчурики. Ей до сих пор было больно осознавать, что Наруто выбрал Хинуту. Ее до сих пор мучило чувство некой обиженности на несправедливую судьбу из-за того, что она могла бы быть на месте Хинуты, иметь двух малышей и снова сейчас ждать ребенка. Женщина поджала губы, на ее глаза наворачивались слезы от того, что она сама лишила себя счастья иметь малыша, сделав аборт лишь бы Наруто не тревожили угрызение совести и ничего не мешало его семейному счастью, но Такару не показывала эту палитру чувств никому. Даже Юмика не знала. «Хорошо», — вздохнул голубоглазый блондин. «С ней все нормально?» С неким беспокойством спросил он. «С кем?» Решил уточнить Шатенко. С обеими Наруто решил не показывать, что забыл о Хинате. С вашей женой все хорошо, она уже через час сможет пойти домой, а сейчас у нее обследование малыша. С девочкой. Она призадумалась. Думаю, она скоро очнется. Пап, а это кто? Задал вопрос Джамей. М. Я пока точно не знаю, широко улыбнулся Наруто, потрепав сына по волосам. А сколько ей лет? Обратилась к Токарихитами. Примерно пять шесть, пожала плечами шатенка. Прикольно хоть с кем-то нормально поговорить можно будет, обрадовалась единственная девочка из известных нам детей. А мы тебя не устраиваем. Прищурил глаза котами. А ты вообще не смей с ней говорить, понял? Закричал Джами на своего соперника номер один. А вот захочу, и буду. Скрестив руки, громко проорал он. Заткнитесь. Рявкнула Такара, так, что всех передернула. Ненавижу, ненавижу. — бормотала она, уходя в свой кабинет. На самом деле она очень сильно любила детей, но иногда воспоминания накатывали лавиной, и было очень трудно держать себя в руках. Пока взрослые стояли, отходя от шока, как истуканы, пятерка будущих шиноби проскользнула в палату к той, которую принес глава полиции у на руках. Девочка с розовыми волосами медленно дышала, ее веки слегка подергивались, а на лице быстро сменялись разные выражения, а она красивая, заметил сероглазый блондин. Не очень, нахмурилась Хитами, ей было обидно, что брат такое сказал, ведь отец утверждал, что красивее нее только мама, и то, когда она подрастет, то станет прекраснее Хинаты. Что, гордость братишка задел? Ядовито ухмыльнулся Каташи. А что это ты хочешь стать для нее лучшим? Сощурил глаз Кироко. Да он всегда хочет быть лучше всех, мягко улыбнулся Хидяки. Конечно, как у Гнина Курама, горделиво вскинул голову мальчик, похожий на своего деда. Старый пердун, у говнуни своих змей, поморщилась Мика, но глаза не открыла. Пятерка ребят застыла в немом шоке, а потом самый старший из всех спросил, это она к кому обращалась? Услышав совершенно незнакомый голос, зеленоглазый раскрыла свои глаза и первым делом увидела Хидиаки. Саски Кон, безумно улыбнулась она, сама не понимая, что говорит. М. Нет, улыбнулся старший из братьев. А, а! вскрикнула девочка и схватилась за голову, так как что-то стало там появляться. Это что-то было ее и не ее одновременно. Что тут происходит? В палату ворвался Наруто. Он, Хитоми показала на брата, сказал, что она, девочка указала на розовые волосы, красивее меня. Он в этот раз пальчик дочки Узушикаги направился направился на младшего Учиху, сказал, что Джами мне что-то задел, хотя не сам меня не трогал. Потом Раку его обозвал, а затем Анисан Каташипина вспомнил, что его оттасан всегда лучше всех хочет быть. Блондинка тараторила все с таким милым личиком, что Наруто уже почти ее не слушал, а только улыбался, не вери, что это его маленькая крошка. А она как то Пердуна вспомнила, а потом сказала, что Хидики кунаты это соски Вот. Я, конечно, мало что понял. Почесав затылок, вздохнул глава клана Учиха, но давайте вы с ним все раз и навсегда. Он подошел к клону Сакуры. Мика, ведь так. Он слегка приподнял ее личко, та лишь моргнула в знак согласия, и из ее изумрудных глаз выкатились слезинки, которые вечно раздражали Учиха. Ты каким-то образом очень похожа на ту, которая была в одной команде со мной и Наруто. У нас был Синси, Хатаки Каши. Наруто любился Кору и бегал за ней, тут он посмотрел на блондин и усмехнулся, до тех пор, пока та не умерла. Та же в свою очередь бегала за мной до тех пор, пока он призадумался. Я не знаю, я ушел из деревни за силой к этому, как ты его называешь, старому пердуну. Но перед этим я обнялся Сакуру и прошептал всего одно слово, он сделал паузу, видя, как Мика меняется в лице. Она переживала все это заново. «Спасибо?» — спросила она. «Да», — кивнул тот, не отпуская личка девочки. «Я стал предателем. Друзья не смогли меня остановить. Я должен был отомстить за клан. Мы потом несколько раз виделись, но я пытался убить Сакуру. Она меня все еще любила, но из-за этого становилась слабее. После Великой войны, Та, чьи воспоминания находятся в твоей голове, просил меня вернуться, но я заявил, что скорее отрежу себе. Тут он замолчал, так как такие слова не предназначались для детских ушей. Короче так, я сказал, что скорее отрежу себе какую-то часть тела, чем вернусь в Канаху. Да, я ее сильно ранил, но так было надо. Она никогда не смогла бы выносить и родить моих детей. Неблагородная кровь. Больше мы никогда не виделись. Тот же, кого ты назвала моим именем мой первенец Хидиаки. Хоть он и похож на, на меня внешне, он капельку добрее, если доброта вообще заложена в наших ДНК. Поняла. Саски Кон, девочка смотрела на этого мужчину как на Бога, как на дьявола и как на любимого человека, а потом заплакала. Учха. Мать твою. Ты опять довел ее до слез. Зарал блондин, отталкивая брюнета от девочки и обнимая ее. Сакуратян, успокойся, этот балбес всегда был таким идиотом!» «Единственным идиотом был ты!» — буркнул обиженный Саски. «Я что-то не понял!» — подал голос сын Сугицу. «Это вообще, что?» Остальные стояли молча, пытаясь осмыслить то, что сказал сейчас Саски сама, но это не хотело ложиться в их головах. Сакуратян, не плачь!» «Хочешь, мы сходим в кафе и закажем твою любимую острую еду?» «Я не Сакура», — произнесла девочка с розовыми волосами. «Меня зовут Мика», — она шмыгнула носом, посмотрела в знакомые и чужие голубые глаза, а потом закричала не своим голосом. Вспомнив очередной кусочек памяти первого тела, а ты еще в бане подглядывал за девочками. «Что?» — удивился Наруто, он не думал, что Сакура, а точнее Мика, вспомнит такое. А еще использовал глупую и пошлую технику. Она ударила его по плечу. А потом... Ты... Да ты вообще идиотом еще тем был. Ахаха. Появившийся Курама заливался смехом. Вот этот клон станет еще тем монстром. А. -а, -а. Завизжала от испуга Микая, спрыгнув с кровати, понеслась в коридор, но там наткнулась на Хиноту. Хинота они все плохие. Заплакала она, обнимая беременную женщину за ноги. Ничего, мы их накажем, улыбнулась обладательница Бьякугана. Они нам сейчас будут петь, а еще, «Наруто, я хочу мороженое!» Она задумалась, и персики. «Вы что-нибудь будете?» Обратилась она к детям. «Нет», — ответила за всех хитами, понимая, что если папа им что-то и принесет, это придется отдать маме, так как она это захочет. «Вы тут сами разбирайтесь, а мы поиграем. Мика, если они тебе надоедят, то приходи к нам, я тебя со всеми подружу», — улыбнулась блондинка, выпихивая друзей из комнаты. «Наруто!» что ты стоишь. Удивилась Хината, идя склоном Хару на кровати. Мы кушать хотим. А, да, сейчас, опомнился Узумаки, складывая печати для телепортации. Сок еще тыквенный прихвати, добавила брюнетка. Как только он исчез, она посмотрела на девочку с глазами цвета молодой листвы. Ты мне так и не рассказала, что же было после того, как Арчимару познакомил тебя с Синджу. Да, улыбнулась Мика, готовая к рассказу. Пав Мики Сакуры. Арчимарусон пришел сегодня не один, с ним была симпатичная тетенька. Мика, это Синджу, она пришла с тобой познакомиться и поиграть, сказал бледнолицый и Брюнет оставил девочку четырех лет на вид с женщиной, которой можно было дать 20 от силы, 25 лет. Ну, привет, красавица, улыбнулась та, подходя к клону Сакуры. Я так долго тебя не видела, она присела на корточки перед малышкой. «Надеюсь, ты меня сможешь простить, когда вспомнишь». «Тетенька, а вы кто?» — спросила я. «Я». Удивилась пятая, а потом улыбнулась, «Я та, которую ты имеешь полное право ненавидеть и любить». «Это как?» — заинтересовалась я. «Когда-нибудь непременно, ты поймешь», — слегка огорченно произнесла Цунади. «Хочешь, сходим погулять?» «Хочу», — обрадовалась я так как Арчимару гулял с девочкой только раз в месяц. Спустя каждые две недели Цунади приходила ко мне, и мы играли, веселились, дурачились. А потом она уходила на две недели снова, в эти промежутки я ничего не делала, кроме как обзывала Арчимару старым пердуном и шугала его змей. Я не боялась этих животных, так как привыкла к ним. Я не знала, что такое страх. Две недели без эмоций, а потом снова радость, смех, прогулки. Цунади мне сказала, что я стану такой же, как была. Она обещала, что я стану еще сильнее, но я ее не понимала, так как я никогда не была сильной. Старый пердун лишь смеялся и говорил, только если она вспомнит, но пока рано. Что рано? Что я должна вспомнить? Любопытство распирало меня, но они быстро отвлекали меня на что-либо другое. Однажды они поспорили, и Цунадихими ушла. Она больше не появлялась. Мне было скучно. Старый Пердун все время проверял мои анализы. Он что-то мне вкалывал, чтобы мое тело стало пригодным, но для чего? Этого я не знала. А потом появилась ты, Хината Узумуки. Конец, пав! Несколько часов спустя кабинет Наруто: Прошу, отдай ее мне, в который раз умолял токара-блондина. Зачем тебе это? Безустранно спрашивал он и получал один и тот же ответ, и он был готов снова услышать фразу из четырех слов «не твоего ума дело». Но ее не последовало. шатенка тяжело выдохнула и скороговоркой выпалила. «Я лишилась своего, нет, нашего ребенка для того, чтобы не разрушить твое счастье, так что, прошу, дай мне Мико, я стану для нее самой заботливой и любящей матерью, ведь своих детей у меня никогда теперь не будет». «Прости», — холодно ответил Узумуки его ни капли не тронули слова «когда ты любимой, и он сам себе ужаснулся, не понимая, что произошло с ним. «Не извиняйся, это был мой выбор, это было мое право на мою ошибку». «Так что?» Она испепеляющим взглядом уставилась на блондина. «Хорошо, завтра будут готовы документы», он прикрыл свои голубые глаза и не увидел, как женщина расцвела на глазах. Она превратилась в ту милую девушку, которой она была тогда, когда впервые в жизни обрабатывала его раны. «Спасибо», — пролепетала она и удалилась. «Теперь все должно идти легче, ей не будет так одиноко, она не будет все время давить на Джува, и он сможет, наконец-то, признаться своей любимой в чувствах, она не будет его останавливать, у нее теперь есть дочь». Пусть и не родная, но она ее полюбит, она уже ее полюбила. Месяц спустя. Канаха Гакури. Кабинет Сунади. Ну, что на этот раз? Цунади недовольно посмотрела на бывшую Шизуни Ката, с недавнего времени Шизуни Шарануя. Цунади Хими Арчимару -саму пропал, дрожа как осиновый лист, проговорила Шатенко, испуганно смотря себе под ноги. Что? Пятая была в легком шоке, она решила, что это слуховые галлюцинации. Арачимару пропал, а вместе с ним и клон Сакура Харуна. Что? Стол не выдержал такого удара. Я не ослышалась повторно. Грозно зарычала она. Шизуни сглотнула и отрицательно помотала головой. «Зашибись!» Всплеснула руками блондинка. «Я, значит, честно выполняю свою часть договора, а он...» «Да, я его убью», — в сердцах сказала она, подходя к шкафчику с заначкой Саки и открывая его. Шизуни хотела что-то сказать главе деревни по поводу алкоголя, но передумала, увидев ее грозный взгляд. «Старый пердун, будто проклят!» Забрал мою маленькую змеека подколодную, ты же ее в могилу сведешь. Начало монолог Цунди, заливая в себя алкоголь. Хотя что это я? Я тебя собственноручно травлю. Еще одна бутылочка с рисовым вином была открыта. А потом вылечу, но так, терпкая жидкость приятно смягчила горло, но после нескольких слов приходилось снова делать глоток, я тебя потом так вылечу, что ты будешь месяц в муках и судорогах подыхать. Пустой сосуд из-под любимого напитка как из огня полетела в окно, разбивая стекло и набивая кому-то шишку. «Извините!» — крикнула Хакаги в ответ на трехэтажный мат и снова потянулась к значке. «Цунади сама!» — попыталась что-то сказать Шарануя, но ее перебил недовольный рык пшеничной блондинки. «Что?» — она была готова испепелить. «Вот и молчи, а еще лучше!» «Тикусё!» «Куда делась эта гребаная Саки?» Цунади со всей дури ударила опустевшую бутылку от обломки стола. В результате от обломков остались щепки, а от бутылки горлышко и донышко. Бывшая ката трясущимися руками поднесла к губам пузыречек валерьянки, но как назло, там осталась лишь капелька, которой, явно, не хватило. Вдруг в разбитое окно влетел ястреб и сел на колени Цунади. «А это еще что за хрень?» Пытаясь сфокусировать взгляд на птицы, пролепетала опьяневшая Цунади что теперь Саки в таких бутылочках. Она запнулась, понимая, что что-то сказала не так. В бутылочках. Бутылоч. Черт! Выкрикнула она. А это что такое? В третьей попытки она отрезала небольшой светок от лапы птицы. Узышла Гакури. Удивилась она, увидев знак клана Узумаки, и, недолго думая, надломила печать. Уважаемая и любимая Гадай Михакаги. Я не мастер писать деловые письма. Тем более, что это третье, так как один черный волос и без сжег два предыдущих своих маматеросу. Поэтому, я буду писать так же, как и в отчетах, Бачан. Значит так, дело было месяц назад. У меня выкрали хинуту, свидетельницей преступления оказалась моя дочурка. По ее рассказу мы с Саски предположили, что это было Рачмару. Конечно же, Учиха его убил и вернул маме милую женушку, но... Он принес с собой еще и копию Сакурычин, которая говорит, что она Микачан. Ты об этом что-нибудь знаешь? Она утверждает, что знает тебя. Да, и почему она все время называет Арчимару старым пердуном? Ей у нас нравится, она стала всеобщей любимицей, только избегает всех учха, кроме Юмика это жена Саске. Она вспоминает всю из жизни Сакуру Чен кусками, но уже начинает осваивать медицину. Из этого, у меня в кабинете рыбы прыгали. А теперь по делу. Хакагисама, я хочу, чтобы пятерка признала меня и мою деревню. Я хочу стать у Зашикаги. С наилучшими пожеланиями, самый неугомонный Шиноби и вечно подслушивающий Джинчурики Девятихвостого, Наруто Узумаки, глава Узушла Гакури. Что? Он псих. Я ему тут что, все сделаю из-за того, что он мне что-то про и написал? Заорал Ицунадин и ни в чем не провинившуюся помощницу. «Не знаю», — сглотнула та уже в тысячный раз жалея, что пришла сюда. «Он мне еще сказал, что Арчимару убили», — буркнула она, но вдруг остановилась, потом быстро перечитала письмо. Смысл первой части смутно стал до нее доходить, и поэтому она перечитала послание блондина еще раз, но теперь очень медленно и засмеялась. Через десять минут катания пятой по полу в приступе дикого смеха, у Шизуне началась истерика, она почувствовала, что сходит с ума пошевеливайся. Ленивая задница. Донеслось до слуха Шизуни, но она подумала, что это уже галлюцинации. И зачем так спешить? Раздалась в ответ. Вот я уже представляю вечные споры Нара, подумала Шизуни. Вдруг в дверь кто-то постучался и я, не дождавшись ответа, вошли в кабинет. Это были Тимари и Шикамару. Зрелище, которое они увидели, мягко говоря, вергло их в шок. Цунди все еще дико хохотала и била пол, катаясь по нему, то и дело приговаривая «Убью, убью». Молодые родители, которые пришли сейчас к Цунди, чтобы уточнить последние детали по приготовлению деревни к экзамену Шиноби. Нару ни черта не понимают, и вскоре им это представление пятое бездействие ее помощницы надоедают. Переглянувшись, и кивнув друг друга, Шика сложил печати Кагимани дюцу. Тоненькая змейкой тень ленивого гения Канохи проползла к тени Цунаде и сковала ее действия. Отлично, улыбнулась темя, готовясь устроить допрос с веером. Цунади сама что произошло?» С интересом спросила она, но та все еще продолжала смеяться. Покраснев как помидор, Хакаги решила что-то сказать, но как только она набрала в легкий воздух, чтобы сказать, то сразу же засмеялась. «Ленивец, посади госпожу, а то как-то неудобно», — обернулась блондинка с хвостиками мужу. Конечно, вздохнул Нара, понимая, что быть каблучником это семейное проклятие клана. «Цунадисама, у меня здесь три луны, если вы не успокоитесь до тех пор, пока они не появятся». Она открыла и сложила большой веер, от деревни мало, что останется. Письмо пролепетала Шизуне, немного отошедшее от своего состояния. Старшая сестра Казиканги заметила свиток, валяющийся неподалеку. И подняв его, она зачитала содержимое вещи вслух, но ничего не поняла, зато теперь Шизонья заливалась звонким живым смехом. От ее бледного болезненного вида не осталось и следа. Яркий живой румянец залил ее личика. «Ну вот, теперь они движут — вздохнул гений, немного ослабляя технику женщины. «Мужчина, и молчи, Нахмурилась Тимари, радуясь, что за своим звонким смехом Шизуницу наде не услышали его слов. Я устал, мужчина с ананасом из волос прекратил технику. Это из-за того, что Арачимару убили? Озвучил он свое предположение, обе смеющиеся женщины закивали. Замечательно! Это теперь только медики вылечат. А там что-то про Копи Сакуры говорили, пробормотала Тимари, однако пятая услышала это и прекратила смеяться. Я должна написать письма Каги. Осенила ее. Черт. Какая сволочь мне стол сломала. Зарала она, дала последнее, что оставалось от этого предмета. Сунагакури. Гара, прошептала Мацури, тая под поцелуями мужа. Давай лучше дома, легкий стон сорвался с губок женщины. Не получится. Там дети. Прохрипел Казикаге, проникая рукой под хитон жены. «Нет, они а не с конкура», — прошептала Шатенко, сжав в кулаке красные пряди любимого. Поздно, губы Собакуной слегка коснулись шеи, а потом зубы захватили складочку кожи и оттянули ее, доставляя Мацури невероятное блаженство. «Не только ты возбуждена», — хмыкнул он и провел кончиком языка по запястью женщины, попутно расстегивая молнии на штанах. «Тогда побыстрее», — прошептала Маддвойняша, обвивая шею мужа руками и поясницу ногами. Губы -гары всегда жесткие, немного грубоватые, но заботливые. Его язык всегда показывает свою власть, но уступает инициативу шатенке. «Ну же», — попросила она, — «чувствую, как смазка капает на стол». «Тебя надо еще немного помучать», — коварно улыбнулся голубоглазый мужчина, проводя головкой от нижней спайки половых губ до клитора и обратно. Достал, Мацури сильнее согнула ноги в коленях, тем самым, пнув мужа, отчего дето защиточный орган мужчины вошел в ее пещеру с характерным звуком. Я тебя накажу, оскалился он, но Но в этот самый момент прилетела птица из канохи. Я же говорила, буркнула Шатенко. Ну что же, войну начнем. Улыбаясь, он чмокнул ее в лоб. Завершим дома, он аккуратно вышел с женщиной и поправил ее одежду, попутно застегнув штаны. Впервые не рада тому, что ты глава деревни я тоже, он нежно прошептал ей эти слова в губы, едва касаясь их. Приходи домой, как только закончишь, она провела указательным пальчиком по его губам и ушла. Гара посмотрел на птицу и хмыкнул. Знаешь, как я тебя хочу усыпить в песочной гробнице? Птица лишь внимательно продолжала смотреть на него до тех пор, пока он не отвязал от ее лапы письмо, в котором объявлялось о том, что Гандеми Хакаги созывает совет Каги. «Ну что же, будет от тебя польза», — усмехнулся красноволосый, понимая, что так недолго и с ума сойти можно. Написав ответ Сунде, он привязал письмо к лапе птицы, и та улетела в окно, а Гара смотрел ей вслед, пока не вспомнил, что его некоторое время назад прервали от очень приятного дела. Хлопнув себя по лбу, он надел на спину тыкву с песком и создал себе некую платформу, которая донесла его до дома, прямо в объятия жены, стоящей в это время у окна в спальне кораллового цвета. «Дети еще не вернулись», — улыбнулась она, целуя им мужа. Но тогда он сгреб в охапку Мацури и упал с ней на кровать, подминая под себя, как вдруг. Такая неожиданность, сопоставимая но. «Папа! Мама! А нам дядя Конкура разрешил домой пораньше прийти на два часа!» Закричали дети, вбежавшие в дом. «Лучше уж при птице было бы», — буркнула Шатенко, на что Гара лишь усмехнулся. «Через неделю поедем на горячие источники, потерпи немного». «Сам дотерпи», — уколола женщина. «Кумага Райкаги стоял у окна, подымая единственной оставшейся у него рукогири весом в 200 килограмм. Он слушал отчет своей помощницы о деятельности в деревне и пытался думать о своем, благодаря чему преспокойно отреагировал об информации о том, что Джин Чирики Восьмихвостова подготовил все к концерту. Эй не мог принять решение, приезжать ему на совет Каги или нет. С одной стороны, и он был обязан леди Цунади жизнью своего подопечного и своей собственной, но с другой стороны, он не хотел в очередной раз делать так, как захочет она. Ему хватило и войны. Ему можно начинать? Задала вопрос темнокожая девушка с большой грудью. Да, ответила на автомате мужчина с кремневыми волосами. Но, Райкагисама, забеспокоилась блондинка, понимая, что всю деревню треханет не по-детски, если допустить начало концерта. Я же сказал, что можно, поморщился левша, лишенный левой руки из-за проклятого пламени Шарингана. Хорошо, поклонилась девушка и ушла из кабинета четвертого. Через две минуты раздался противный писк, как будто кто-то включил микрофон, но поднес его к колонкам. Йоу, народ! Сделаем поворот. Окунемся в братскую любовь, разбудим замерзшую в венах кровь. От каждого слова «Би», усиленного мощной аппаратурой, сотрясались здания кума, а стекла грозили вылететь напрочь. «Кира я тебе голову сверну!» Прорычал глава деревни, бросая гирю в стену, дверь за ним хлопнула довольно громко, но за криком фанатов рэпера и его собственным голосом этого не было слышно. Довольно высокий мужчина с большой мышечной массой был незамечен народом, так как все внимание было уделено джинчурике с козлиной бородкой. «Подняли ваши ручки!» Закричали до трясучки. Заводил без того горящую публику друг Юки. Эй начал искриться молниями, и тут его и заметил киллер Би. «Браток, подними сюда!» «Я поприветствую тебя!» «Я?» «Тебя!» Сейчас закопаю! проревел Райкаги так, что его услышали все: Еу, эйу, эйу, как и в твой нрав?» Но ты сейчас совсем не прав, как всегда, срифмовал лучший репер Мир Я не прав!. Через зубы произнес он, запрыгивая на сцену. Ты же сам разрешил, когда я у тебя спросил, очередная волна ликующего крика фанатов оглушила деревню, они думали, что все по плану, а до и он до ими Райкаги дошло о чем спрашивала его девушка и пыталась возразить мы отправляемся в страну железа немедленно а как же мой концерт удивился и би, но сказать риф мы ему не дали какой к черту концерт на судьба хрупкого пока что мира рявкнул эй беря брата за шкирку и буксируя к воротам деревни даруя за главного отдал приказ светловолосый ше с нами Киригакури. И ты представляешь, он мне такое говорит, разглагольствовала годами Мизукаги, что это всего лишь ребенок. Это необычный ребенок, слегка оскалив свои зубки, улыбнулась вечная подпевала Мей. Вот именно. Заметила большегрудая, поднимая указательный палец правой руки вверх. Это мой ребенок раз, два он джинчурики, и три он будет сильнейшим мечником тумана. Глаза женщины заблестели. Он просто обязан уже с такого возраста учить нормальные техники, а не теорию в академии. Ну, может быть, Теруми, ты загибаешь палку не в ту сторону? Что? Возмутилась Мизукаги. Неужели ты туда же? У нее начал дергаться левый глаз. Нет, что ты, я просто. Забеспокоилась лучшая подруга этой яркой темпераментной личности. Вот и молчи, обиженно надула губки красноволосая, пряча глаза за необычной челкой, попутно скрещивая руки под грудью, да так, что она стала казаться на два размера больше. Не обижайся, улыбнулась голубоволосая, и в этот момент прилетела птица из стран огня. Тебе письмо. И сама вижу, хмыкнула Мей, забирая у птицы нашу. Многоуважаемая годами Мизукаги. Я с превеликим удовольствием пишу вам, чтобы сообщить, что собирался седьмой совет Каги в стране железа? На повестке дня решения, примем ли мы в свои ряды Узумаки Наруто. С уважением, гадай, Михакаги. И все! Удивилась Эруми, а потом залилась смехом, указывая на этот клочок бумаги и пытаясь что-то объяснить: С тобой все хорошо? Осторожно, поинтересовалась у главы Кири женщина, находящаяся в этом кабинете уже больше в трех часов. Не прекращая смеяться, так внула, а затем написала что отправляется в страну железа. И в И так всегда, вздохнул Санды Митсучкаги. Да ладно тебе, вздохнула его внучка, просматривая письмо. Неужели жалко? Причем тут жалко? Поднял бровь Анаки. Мы едем. Только. Мне поясницу защемила. Начинается, вздохнул мужчина с большим красным носом. Не смей кряхтеть на отца. Хлопнул ладонью по столу коротышка, Помоги лучше, отец Сунукуни. Совет пяти каги. Итак, начал Мифуни, осматривая прибывших Каги Наруто. Объявляю Гакаги Кайдан открытым. Все, сидящие за столом в виде подковы, начали обдумывать то, что скажу. Я собрала всех здесь, Цунди, сидящий посередине, посмотрела холодным взглядом на Мизукаги, чтобы мы решили: может ли Узумуки Наруто герой Великой войны, тот. Кого биджу признали потомкам мастера шести путей вступить в ряды Каги. Все молчали, дожидаясь, пока Хакаги закончит. Цунадихими обратился Цучкоги к блондинке, с чего бы вам переживать о предателе деревни, которого объявили преступникам листа. Наруто от этих слов побагровел, но Кураму мысленно его успокоил, все будет нормально, подожди, они дадут тебе слово. Смей заметить, что это все было проведено за моей спиной и без моего согласия. Подняла указательный пальчик вверх блондинка. «Интересно, кто это сделал?» Хмыкнула вторая большегрудая женщина. «Старейшины», — тяжело призналась Синджу. «Бывшие старейшины». «Да, а теперь мой дядя и отец Шикамару с ума сходит от всех этих проблем, которые накопились за то время, пока эти старики Чисаки распевали», — вздохнул Наджи на втором этаже. «Да ладно тебе, не ты же мучаешься», — так же тихо сказал ему Канкура, стоящий рядом. Заткнитесь, я ничего не слышу, буркнул Учиха. Все решили не испытывать на себе его гнева, так как он даже своего напарника чуть ли не жока матерю 20 минут назад из-за того, что он додумался попытаться вернуть свой меч. Взгляды 14 человек направились вниз, причем 10 из них смотрели то на грудь Сунди, то на грудь Мей. Наруто, обратился к другу Казикаги. Поясни нам, почему мы должны принять твой титул за Шикаги официально? Моя деревня почти за 7 лет может соперничать с Кумагакури по количеству жителей, с гакури по военной силе, так как все наши шиноби прошли отличную жизненную практику, а все подрастающее поколение стремится перегнать своих родителей, и с остальными деревнями кроме облака в экономической силе. Даже нет, в экономической силе мы уступаем только облаку, так как все небольшие деревни и страны тесно сотрудничают с нами. Что? Откуда? — удивился Райкаги, понимая, что это очень сильная деревня, но не понимая, как этого смог добиться Узумаки да еще и за такой маленький срок. А это ей ему подсказывая, высунул свою голову удивить, и хвосты из груди Узумуки. «Курама, тебе Гюки привет передает!» Ее крикнул Кираби с моста, на котором стояли сопровождающие. «Спасибо, и ему передавай!» — ухмыльнулся Лис. «Би!» Грозно рыкнул в этот же момент Эй, а Наруто цикнул на своего хвоста этого и тот скрылся. «Я не собираюсь признавать авторитет того, кто даже собственного хвоста этого в узде держать не может. А я не собираюсь признавать авторитет того, кто лузумаки, кто всегда стремился убить моего друга. Я и сейчас это хочу сделать», — скривил губы в страшной улыбке Райкаги. «Я из-за него лишился левой руки». «Правильно», — поддержала темнокожего блондина Мей, — я ему предлагала поцелуй и смерть, а он... «Чтобы он тебя убил?» Поинтересовался Цучкаги, вспоминая те события прошлого совета. «Старый Хрыч!» Выкрикнула красноволоса. «Кажется, у нас проблемы», прошептал Гару Цунади, кивая той на в Каги. Райкаги со всей дури треснул по столу, создав этим тишину и вперев свой тяжелый взгляд в Наруто. Тот в долгу не остался, злобно оскалившись. Цунади невольно сглотнула. Она знала, что Райкаги уступать не привык. Но тут нашла коса на камень по упрямству Наруто дал бы фору очень многим. Тем временем силы разделились. Мизукаги и Цучкаги поддержали ей, Гаров встал на сторону друга. В воздухе запахло неприятностями, и сопровождающие на втором этаже нервно переглянулись. Сунди сделала попытку примерить драчунов. Друзья, а давайте подпишем эту бумажку и успокоимся. А я даже разрешу вам подглядеть за ней. Она подумала, что это успокоит мужчин, но не получилось. Тогда она добавила следующее. Ну, и за мной. И вообще, все вы мне жизнями обязаны. А ты, она уставилась на Райкаге, вдвойне. Но, увы, ее голос услышан не был. А может быть, ее просто не хотели слышать. Напряжение нарастало и Райкаги сделал первый ход. Райтон ну Йорой. Тело главы облака покрылось молниями, и это стало своеобразным сигналом для остальных. Кулаки старика Наки окаменели, Мей окружила себя водой, Гара раскрыл бутыль с песком, а Наруто засветился ярко-желтым светом. Недолго думая, Узумаки бросился вперед, подминая под себя Райкаги. Тот не остался в долгу и врезал кулаком в грудь парню, отбросив того к стене. Песок Гары смягчил падение и тут же запустил Блондина обратно, подобно катапульте. К моменту приземления в центр зала, Наруто уже держал в руках два Рассингана. Промахнувшись, парень проломил пол и приземлился этажом не ниже. главу песка, камни, туман и облака полетели вслед за ним, дик ругаясь. Сопровождающие переглянулись на своем, теперь уже, третьем этаже. «У кого-то есть желание вмешиваться?» Спросил Саски оглядев собравшихся. Ну, проблем. Убьем их кафелем, а затем воскресим, а затем убежим. Иначе дело вылетит в трубу. Ой, я, пожалуй, не пойду. Выплял Би и принялся записывать это в блокнот. Вот я думаю, что им стоит малость выпустить пар, усмехнулся Учиха, спрыгнув с помоста и усаживаясь прямо на край проделанной Наруто дыры. Тем временем внизу разгоралась нешуточная схватка, Пространство заполонил пар Мизукаги, но Мей Ми тут же была вынуждена его убрать кислотное облако не делала различий между своими и чужими. Райкаги метнулся в сторону Наруто, намереваясь ударить по блондину кулаком, пропитанным чикрой молнии, но промазал и попал прямиком в спину Цучикаги, который в это время пытался зацепить Гару. Старик Анаки взвыл и, забыв про Казикаги, ринулся на обидчика. Схватка приобрела неожиданный оборот. Теперь ему приходилось уворачиваться от бешеного детка, который, по всей видимости, очень обиделся на удар в многострадальную спину. ме тем временем попыталась атаковать Наруто, но Узумаки ловко увернулся от ее удара, запрыгнув на остатки потолка. Но тот кусок бетона, к которому прицепился парень, тут же рухнул вниз. Дико ругаясь, Наруто толкнулся ногами от камня и неуклюже завалил с собой мизукаги, прижав ту к полу. Хм. У меня, вообще-то, ребенок недовольно заметила Мей, глядя на руки Узумаки, которыми тот уперся прямо в грудь правительницы тумана. «У меня, вообще-то, тоже хмыкнул в ответ Наруто. К тому же целых два». Эй и Анаки уже успели разобраться между собой и теперь снова кинулись на Гару, но тот играючи поймал обоих Каги в песочный захват. Но именно в этот момент от поэталка откололся еще кусок, и к битве невольно присоединилась Цунади, рухнув прямо на песчанинника. О, Цунади сама в бой пошла, лениво констатировал Нара. Становится все интереснее и интереснее, усмехнулся Сугицу. Шестеро сильнейших шиноби окончательно потеряли голову. Про техники все уже успели забыть, теперь мэр добывился исключительно с помощью Тадюца. И если поначалу еще было какая как и разделение на команды, что после того, как Ракаги снова заехал кулаком по многострадальной спине Сучкаге, Агара зацепил своим песком так не кстати бывшего Кураму у всех дерущихся поголовно снесло крышу. Теперь все дрались каждый за себя. Что самое интересное, никто из дерущихся не выглядел озлобленным на других. Мне кажется, или они получают от этого удовольствие? Спросил Ша. Не кажется, удовлетворенных мыкнул Саски глядя на то, как Наруто по ошибке сцепился с Курамой. «Устроили балаган», — протянул их юга. «Да ладно тебе», — махнула рукой Куроцуча. «Дедуль, поднажми». И правда весело, — улыбнулся Джура, радуясь, что остался в деревне с ребенком, а то Узумаки бы не поздоровилась. Курама отбросил от себя Наруто, и блондин полетел прямо на Цунади, методично бьющий по молниеносной брони Райкаги. Реакция у женщины Сейна была что надо. Лихо развернувшись, она, как заправский бейсболист, отправила у Зашикаги на верхний этаж, и многострадальный блондин сбил с собой главу самураев, который до этого момента наблюдал за дракой вместе со всеми. Этого мифу не стерпеть не мог. Да и всех ваших матерей и жен по почкам. Он заорал так, что Курама в ответ «Эй, ты! Пердун старый! Да я тебя сожру!» «Как только меня Наруто подмоет!» Эта фраза убила всех на повал, Гогот стоял невероятный. цунади каталась по полу точно так же, когда получила от Наруто письмо, Мей сидела на коленях и била по полу, Райкаги снова ударил по многострадальной спине одного старикашки, но тот этого даже не заметил, даже Саски ржал как угорелый, а самый ленивый похихикивал, радуясь, что не зря пошел, все-таки, сюда. Наджи первым взял себя в руки, но увидев Учиха, снова заржал. Когда все почти успокоились, единственный обладатель Шарингана попросил Девятихвостого повторить на бис эту фразу, из-за чего все снова стали смеяться. Пытаясь успокоиться, но все еще не успешно, Цунадигара сразу же подписали принятие вреды Каги Наруто. И же, успокоившись немного, поставил свою роспись со словами «Давно я так не веселился. Я соглашусь подписать бумагу, «Только если Курама поцелует Мей», — заявил Красноносый и Седовласа Каги с большой лысиной. «Я подпишу, только если Курама целоваться не будет». «Что же они бы без меня делали?» — вздохнул Учиха. «Гензюцу, Шарингом. Мей медленно поставила свою подпись, и тут же ее поцеловал Курама, из-за чего Анаки пришлось ставить и свою на документе. В итоге, последнюю подпись поставил Наруто. Амифуни стукнул печатью по бумаге, подтверждая, что это заверено и принято советом пяти каги. Тут же с Теруми слетела техника Учха. Четыре года спустя. Узышла Гакури. Квартира Учха. Продолжительный холодный душ вот что ей сейчас необходимо. Под буквально лился по спине. Юмика скинула трусики и бюстгальтер, бросила их на стул поверх остальной одежды, схватила сумку с принадлежностями для туалета и устремилась к маленькой ванной в ее комнате. Но тут она услышала шум подъехавшего лифта. «Боже!» — и подумала Учха, кто же так спешит в этот бункер великих и непобедимых, где невозможно даже двигаться без позволения. Зайдя в ванную, она заперла дверь и включила воду. Струи приятно били по ее коже, заставляя остыть. Она всегда принимала душ, когда хотела плотской любви. Шатенка всегда аккуратно ласкала себя, а затем направляла струйку воды на клитор, чтобы испытать вершину земного наслаждения. Но теперь она сама бежит от Саски. Да, она всегда хотела снова ощутить его тело на своем, да, она все это время мечтала о его, возможно, чересчур грубым ласком, но сейчас. Женщина вспомнила, через что ей приходилось проходить, прежде чем она забиралась на вершину апогея. «Я не могу в это поверить», — мысленно повторяла она. «Я не могу в это поверить». Каждая ее клеточка сейчас отдыхала, наслаждаясь прохладой одной из стихий. Стоять весь этот безумно жаркий день над плитой, да еще забыть открыть окно. Скорее всего, это переутомление и галлюцинация, соображала мать двоих Чунинов. Не могли они заявить такое. Когда она снова открыла дверь ванной, то поняла, что в комнате кто-то есть. Она замерла, так как ничего не видела после приглушенного света ванной. Здесь было слишком светло. Всего в трех комнатах было столько света, в кухне, гостиной и ее спальня. В других помещениях квартиры была черно-красная гармония учха, хотя Хидякий добавил в свою комнату немного синеватых оттенков и разных металлических мелочей. Руки ее крепко сжимали полотенце, которым она обмотала тело. Вдруг мурашки пробежали у нее по коже и показалось, что на темном дереве гардероба мелькнула какая-то тень. И тут, кроме запаха шампуня и мыла от своего тела, она уловила исходящий откуда-то запах кожи и кориандра. Страх буквально сковал девушку, не позволяя ни говорить, ни кричать. В комнате было так тихо, что она слышала биение своего сердца. И кто-то другой тоже дышал. Это было мягкое и ровное дыхание. Юмика уже испытывала животный ужас сжимая рукой полотенце она бросилась к двери чтобы спастись холодная выдержка шинобиоличный пофигизм ко всему испарился тень тут же пошевелилась и направилась к ней шатенка заметила протянутую в ее сторону руку раньше чем ей удалось набрать воздух чтобы закричать весь мир взорвался в глаза ударил сноп искр и она провалилась в темноту ее шея нет вся голова пульсировала как будто гигантский молот ритмично стучал внутри черепа. Откуда-то издалека женщина услышала чей-то стон, потом поняла, что это ее собственный голос, и раскрыла веки. Яркий свет из полуоткрытых жалюзи ударил по глазам. Она лежала на кровати. Сжав губы от боли, Юмика попыталась сесть. Голова тут же закружилась и она схватилась за виски. «С тобой все в порядке?» — спросил Саски. Он это сделал не из-за того, что ему было интересно или не безразлично, просто. Она мать его сыновей и его жена, а значит, участие надо проявлять к ней должное. Она никогда не нуждалась в деньгах, развлечениях, но на миссии не ходила. Было достаточно и того, что она преподавала в Академии Озуши. Да, неуверенно ответила Учиха, понимая, что она слишком сильно ушла в свои мысли и забыла обо всем, даже о семье. «Скажи, а дети попросили братика или сестричку? Или мне это только причудилось?» «Просили», — кивнул глава семьи, вспоминая дословно фразу Каташи, «Родители, трахайтесь уже давайте, а то у Зумаки уже две сестры и брат, а у меня один слишком правильный недоумок». За что он получил увесистый подзатульник от старшего брата, который сказал, улыбнувшись, что тоже не против того, чтобы у него появился еще один маленький родственник. Откуда он на таких фраз набрался? Задала Юмика риторический вопрос, но черноглазый решил ответить, чтобы продолжить разговор. Не удивлюсь, если от Хазуки. Юмика промолчала, прижимая полотенце к груди. Она боялась и хотела одновременно, она разрывалась между двумя противоборствующими чувствами. Наконец, не выдержав, она спросила Саски в лоб, ну, и долго мы будем вокруг да около ходить? Они же правы были, ты кичился перед узумки, что как минимум 10 детей у тебя будет, а их у тебя сколько? Мне надоело удовлетворять себя саму, за 10 лет брака ни одного раза у нас секса не было. Хоть я тебе и нужна была только для того, чтобы ты напряжение сбрасывал, а потом для того, чтобы твои детки родились, я все равно ревну тебя. Знаю, что это глупо, но все же. Из ее глаз брызнули слезы. Я все эти десять лет мечтала увидеть твой взгляд, даже если он будет равнодушным, не на кухне, не в зале, а во время слияния? Все эти десять лет я хотела тебя, но молчала. Ведь ты сам решил, что мы будем спать в разных комнатах. Десять лет я хотела снова почувствовать боль от тебя, но не душевную, которую получала все это время, а телесную. Сколько еще ждать? Или ты даже не в состоянии выполнить желание своих сыновей? хотя обещал им, что исполнишь первое, что они попросят, как вернуться с победой с экзамена. Слишком стар, да. Эту истерику прервала пощечина. Оба тяжело дышали, Юмика боялась посмотреть на мужа, тот же испепелял ее взглядом. Дура, тихо произнес Саски на выдохе. Ему сейчас было тошно от самого себя. Он не хотел верить, что ударила женщину, это было унизительно. Все сказала? Да, тихо прошептала Юмика, вот и хорошо, Бринет начал раздеваться, вещи быстро падали на пол. Молчание продолжало царить в спальне. Юмика сидела не шевелясь, ее глаза были расширены от осознания того, что она выплеснула все, что так тщательно скрывала все это время даже от себя, след от руки у чиха остался на щеке, он сильно горел, заставляя слезы выкатываться из глаз. Саски взял ее руку и привязал к спинке кровати кожаным ремнем. Та же процедура произошла и с другой рукой. Юмика все еще боялась посмотреть на Учха. Женщина тупо смотрела на этот ремень и не верила себе. Может быть, это ночной кошмар? Может, она через минуту проснется в своей постели дома, в безопасности и будет смеяться над своим воображением? А потом расскажет все маме и токаре, а отец опять накажет за то, что она не хочет выходить замуж за этого старого горбуна, с которым у нее большая разница в возрасте. Ей всего лишь 17, а ему 50. Но колющая, будто от иголок, боль в венах из-за нарушенного кровообращения, рука, натертая кожаным ремнем и металлическая пряжка на мягкой коже запястья все это было слишком реально. Саски, прошептала она, набираясь смелости, прости. Дура, хмыкнул Чха и схватился зубами за ее сосок, доставляя более от голоса к удовольствия жене. Та улыбнулась, выгибаясь дугой в предвкушении. Его руки поползли вверх. От бедер к шее. Каждый миллиметр кожи горел от этой незначительной ласки, а память услужливо подсказывала, что за лаской следует боль, за болью ласка. И тогда самого конца. Во рту у женщины пересохло, но Саски начал затягивать ее в пучину поцелуя, благородно делясь своей слюной. Юмика слегка раздвинула ноги, но очхо до крови закусил ее губу, давая понять, что еще рано. «Пожалуйста», простонала она, но тот лишь хмыкнул, сжав и крутанув ее сосок. «Что ты хочешь?» «Не беспокойся, я это получу». Его темные глаза горели каким-то странным огнем. Он медленно прикусывал и тут же целовал кожу на ее шее и ключицах. «Лучше скажи, с каких пор ты начала выбриваться на гладко?» Его палец прошелся по лобку. После родов, негромко вскрикнув, она закусила губу, из которой снова показалась капелька крови. «Не могу, как только отрастают, сбриваю. Ясно, ухмыльнулся второй человек в деревне, убрав красную капельку с губы Юмика большим пальцем и облизав его. Я садист, ты мазохистка, интересно, кем окажутся наши отпрыски? Юмика нервно засмеялась, боль в голове дала себе зать, дернув руками, она почувствовала резкое покалывание в руках и схватилась ими за прутья и кровати. Саски плавно перешел на бедра женщины, не забывая возвращаться к груди, бокам и животу, для того, чтобы ущипнуть или нежно провести по налитому кровью место рукой. Юмика уже извивалась как змея, она была в нетерпении. Все ее нутро требовало мужской плоти, но Саски не пешил доставлять удовольствие ни себе, ни ей. Мужчина наклонился над ней, чтобы поцеловать, она почувствовала, что его пальцы развязывают ремень. Через минуту ее рука слабо упала на кровать, и кровь снова начала болезненно циркулировать. Однако вторую конечность освобождать никто не пишил. Стоны наслаждения и боли смешались. Взгляд Юмика упал на широкие плечи и мускулистую грудь, она чуть улыбнулась, но тут сильная боль снова пронзила ее. Она подняла руку и дотронулась до шеи. В горле тоже пульсировала резкая боль, а во рту стоял соленый вкус крови она поняла, что умудрилась откусить себе кончик языка. Саски это зрелище позабавило. Он развязал второй ремень и приказал лечи себя, у чеховская ухмылка превосходства искривила его лицо. В его черных омутых глаз отразился мягкий свет зеленой чакры, как только она перестала светиться, Юмика попыталась мягко надавить на плечи мужу, чтобы он лег на спину, но Саски этого не хотел. «Спокойно», — скомандовал он и начал мягко трогать ее тело в областях кровяных подтеков. «Здесь болит?» «Нет», — прошептала она, но ее глаза заполнились слезами от боли. Сквозь мутную пелену она заметила, что его губы моментально сжались. «Вружка», — хмыкнул он, подминая под себя еще довольно стройное тело. Юмика хотела что-то возразить, но он уже нежно трогал ее рот кончиками пальцев. Она снова попыталась отвернуться, Однако мужчина поднял другую руку и обхватил ладонью подбородок. Женщина чувствовала жгучую боль в губе, но еще больше ее беспокоили другие, пока еще слабые ощущения, которые, казалось, вспыхивают в каждом нерве и доходят до самых кончиков пальцев на ногах. «Открой шире!» Она хотела сказать «нет», но, загипнотизированное движение этих пальцев длинных, светлых, очень сильных позволило ему оттянуть свою губу. Осмотрев ее, он хмурился, Лицо Саски было так близко, что теплое дыхание ласкало ей щеку, смесь запаха кожи, кориандра и мужского тела дурманило голову. Темные, как ночь, глаза посмотрели прямо ей в лицо, и она увидела в зрачках свое отражение две крошечные меклы в зеркальной глубине. В лице мужчина, она читала удивление, нет, изумление, даже шок. В этот момент ей показалось, что на нее надвигался что-то темное, угрожающее. Странный пугающие эмоции захлестывали ее так, что она тонула в их бескрайнем море. Снова закружилась голова, но теперь мать двоих мальчишек знала, что это связано с ударом, который она получила недавно, упав от переизбытка эмоций. Ее словно затягивало в какой-то омут. Но самое ужасное было то, что Саски понимал это, как будто он всегда, на протяжении этих десяти лет, все знал о ней. Юмика. Казалось, что его глаза смотрят с презрением на ее тонкую фигуру, на узкие мальчишеские бедра и маленькую грудь. Она подумала, что первое впечатление не обмануло ее, в его лице действительно угадывалась жестокость. Она всегда присутствовала в нем, но только не с детьми. От них он ее пытался скрыть. Разведя ноги жены и потерявшись головкой возбужденного члена о малые половые губы, он нашел углубление и резко вошел. Короткий вскрик от резкого растяжения мышц после довольно большой передышки. Очередное подтверждение, что она ему не изменяла. Снова тесное, как и тогда, оскалился Учиха, хлопнув жену по пятой точке. Юмика почувствовала приятную заполненность и растяжение. Двинув бедрами, она показала, что готова ко всему, Учиха зверел, начиная вколачиваться в нее с бешеной силой. «Казалось бы, что здесь такого?» но оба поняли, как много они упустили за эти десять лет. Саски не давал шатенке подстроиться, Брюнет все время менял темп. Вскоре Мика почувствовала именно то, чего всегда пыталась добиться в душе, но у нее это не получалось. Этот глубинный комок тепла, взрывающийся где-то у шейки матки и распространяющийся по всему телу. Саски тоже подходил к пику, его яйца стали, как будто свинцовые, дикая пульсация машинки и члена, Тугие тиски сократившихся мышц влагалища дело сделано. Может, как-нибудь повторим? Осипшим голосом поинтересовалась Юмика, обнимая тело мужа, лежащего на ней. Можно, хмыкнул тот, медленно выходя из женщины, чтобы как можно меньше семени вылилось наружу, он лег на спину, положив одну руку под голову. Юмика же приняла позу эмбриона и уткнулась лбом и коленками в его бок, понимая, что теперь снова придется пять шесть месяцев мучиться с огромным мешающим животом, в котором будет расти то существо, которое она полюбит точно так же, как и первенцев. Неподалеку на улице. Ну, нихуя себе. Ваши родители практикуются дамазы, улыбнулся Брюнет с активированным бьякуганом. У нас в семье все нежно. Джамей, строго сказал Зашикаги, услышавший всю последнюю фразу сына. Пизда котенку, Искривив губы в ухмылке, констатировал факт Каташи. «За пизду ответишь», — осадил старший из близнецов того, кто очень был похож внешне на их деда. «За котенка получишь», — в этот же момент погрозил кулаком Узумуки. «Пап, это не то, что ты подумал, я вообще...» Договорить одиннадцатилетней, пошедшей внешностью в маму, не успел, так как Наруто начал покрываться золотистой чекрой Курамы. Хитами. Закричал он, понимая, что при сестре его не побьют. «За пизду ответишь», — осадил старший из близнецов того, кто очень был похож внешне на их деда. «За котенка получишь», — в этот же момент погрозил кулаком Узумуки. «Пап, это не то, что ты подумал, я вообще». Договорить одиннадцатилетней, пошедшей внешностью в маму, не успел, так как Наруто начал покрываться золотистой чекрой Курамы. хитами. Закричал он, понимая, что при сестре его не побьют. Стоять боится. Никому не двигаться. Шадаев за шикаги был в ярости. Не просто в ярости, в ярости. Мал еще для такого. Взревел он, бросаясь к сыну приблизительно на первой космической скорости. Хитами. Иди сюда, зарал мальчик, сложив крестообразную печать теневые клоны. Целое стадо джумиев взмыло к небесам. Не умничай. Не ты один можешь использовать клонов. Узумаки старший сложил ту же печать, настолько привычную, что он мог уже вызвать клонов в то время, пока спал. Теневые клоны. Целая тьма тьмущая блондинов с голубыми глазами взмыла вслед за первенцем из Шикаги. Вот теперь, точняк, пиздец котенку. Хмыкнул Каташи, скривив губы в чисто чеховской ухмылке. Я же говорил, Мило улыбнулся Хидяки и взлохматил волосы брату, так как что тот этого очень не любит. Тем временем те жители деревни, которым посчастливилось в очередной раз увидеть, как их правитель гоняется за своим первенцем, наблюдали следующее. Клонов у Зашикаги было в два раза больше, чем клонов его сынка-извращенца. Но, как говорится, красноармейцам и дьявол под каблук. Сравняв количество двойников, Узумаки младше начал формировать знакомый многим голубый шарик. Откуда он? Ошарашенно а спросил сам у себя Наруто, от шока теряя драгоценные мгновения, брюнет серыми глазами тем временем ударил отца, воспользовавшись его замешательством. Клоны Узумаки старшего развеялись с громким хлопком, Наруто полетел вниз. Однако Джамий истратил почти всю свою чакру, его клоны развеялись так же, как и у отца, а сам мальчишка полетел вниз с закрытыми глазами. Черт! Наруто использовал чакру лапу, чтобы поймать сына, но сам в этот момент упал на спину и отрубился. Когда Наруто начал приходить в себя, то почувствовал очень приятный и родной аромат. Так пахло только Хината. Он пытался открыть глаза, но веки не хотели подниматься. Кто-то протер его губы влажной губкой, а потом взял за руку. Узумаки было приятно, но что-то было не так. Очнулся этот голос Сакура! «Нет, Мика», — ответила Хината. По ее голосу можно было понять, что она всю ночь не спала. Странно, девочка явно подошла ближе. Он же обычно через день-два из больницы сматывался. Не может быть так, что из обычного падения он не приходит в себя уже сутки. «Мика», — осторожно начала Хината, — «скажи, а ты?» Она запнулась. «То есть та, чьими знаниями и памятью ты пользуешься, любила Наруто?» Хинотосон, не беспокойтесь на этот счет, девочка. Наверное, улыбнулась, потому что Сакура всегда так говорила, когда улыбалась. Ей нравился Наруто, но только как брат. Знакомая теплая чакра стала греть лопазумки, и к нему потихоньку возвращались силы. Хинотосон, да. Женщина посмотрела на девочку с розовыми волосами. Как Наруто полюбил тебя? Она забыла о всех правилах приличия? Его упор стала сверлить своими изумрудными глазами брюнетку. Я не знаю, Хината чуть жала руку любимого. Возможно, я стала только заменой, а может быть. В любом случае, я надеюсь, что он меня действительно любит. Хотя даже если наша семья остается целой из-за детей, то я этому рада. Я же его люблю. Я бы хотела быть в семье Саски, но он слишком стар. Девочка прекратила технику и улыбнулась Хинате а ты ничего такого не думай, поняла? Он тебя любит, это видно. Ладно, я пошла, мне еще маме помогать. Спасибо, Мика, поблагодарила Хинота клоны Сакуры, когда дверь закрылась. Наруто смог пошевелиться, Хинота тут же это заметила и застыла, внимательно смотря на лицо супруга. Хинота, прохрипел он, улыбаясь во все тридцать два, дай воды, пожалуйста. Сейчас женщина на несколько секунд оставила любимого, а потом заботливо приподняла его голову. Наруто за два глотка сушил стакан и только тогда открыл глаза. «Спасибо», — он обхватил Хинуто за и повалил на себя, снова откинувшись на подушку. Стакан в этот момент выпал из руки ошарашенной брюнетки и разбился. «Я тут долго?» «Сутки», — ответила женщина, немного смутившись от такого положения. Она попыталась сесть, но рука мужа слега прижала ее к торсу блондина. «Я не хочу, чтобы ты уходила, пожалуйста!» — попросил он. «Кстати, где этот проныра?» «Они скоро придут», — пообещала Хината, «так что, лучше я сяду». Хорошо, тяжело вздохнул голубоглазый, открыв глаза. Как только брюнетка села на стул, как дверь открылась нараспашку и в комнату влетели дети Узумуки. «Папа!» — закричала младшая девочка. На вид ей можно было дать пять. Я победила Хикари Свет сегодня в Академии. Девочка с ярко-красными волосами и серыми глазами забралась на больничную постель отца. Неправда. Если бы она меня не отвлекла, то не победила бы. Рядом сел второй сын Наруто. Он был на два года старше Мира и будущее. Он чертовски напоминал Наджи во всем и всем, кроме голубых глаз. Многие в деревне позволяли себе шутку, что это не ребенок Узумаки, так как мальчик был очень спокойный и талантлив, на что Наруто отвечал с улыбкой, глаза то мои, а Хинута все время говорила, что один из их отпрысков слишком хьюга. Я, между прочим, по просьбе Марина Сенса и сегодня вел урок в Академии. Молодец, улыбнулся Наруто, взлохматив каштановые волосы третьего ребенка в семье. Я. Мирай ударил отца кулачком в грудь. А ты как бабушка, заверил девочку Курама, появившейся из Узумуки. Давно тебя не было! поприветствовала лиса Хината. Да, я это! отдыхал он. От. от Легиона проблему в виде маленьких домашних слонов. Нашелся демон, чтобы дети не обиделись, в итоге, рассмеялась только Хината, так как Наруто ничего не понял, равно как и его дети. Пап, прости, я это! Начал Джамей, но Наруто его перебил, все, забыли, я не лучше был в свои 12. Да, это был глава с техникой соблазнения, хмыкнула Мика, зашедшая на крики детей. А об этом можно было не говорить, насупился Узумаки самый старший, чем сильно развеселил своего биджу. Я что зашла, там новые люди в деревне, вспомнила Мика. Так что ду из больницы, пока отпускают, а то, клон Харуна погрозил кулаком. Ах, я совсем забыла! Блондинка с двумя высокими хвостиками хлопнула себя по лбу и уставилась своими серыми глазами на Наруто. Там какая-то женщина со светлыми волосами пришла с Шатенкой, причем вторая сказала: чтобы я передала тебе привет от сестрицы Амими. Она хочет открыть здесь и ресторанчик отца. Ичироку. Заорал узумаки миг вскочил с Коки, хорошо, что Курама успел поднять Мирая, а то бы произошел несчастный случай. Кофта на день. Остановила Шада и его жена. На следующий день. Тренировочный полигон в Академии. А теперь, пятой Хакаги только что показала, как можно одним пальцем разбить каменную глыбу. Мы потренируемся разбивать камни в Севме. Договорить ей не дали, так как на площадку падал Наруто. Правда, он успел сгруппироваться и приземлиться на ноги, рядом приземлился Учиха. Оба были слегка потрепанными и с оголенными катанами. Узумуки. Учха. Каково вы тут делаете? Рыкнула блондинка. Я тут, понимаешь ли? Ей опять не дали договорить. Да все, все, уходим. После скрещивания клинков произнес блондин и двау, как их когда-то назвал Наджи, исчезли так же внезапно, как и появились. Не злитесь на них, они так каждую неделю тренируются, произнес Хирая. Так как мы будем разбивать камни, а главное где мы их возьмем? Пока Цунадзе будет решать два этих вопроса, мы понаблюдаем за два За несколько прыжков они снова оказались на пляже, куда по четвергам никто не приходил раньше, чем после заката. Скрещивание клинков, легкая ухмылка на лице брюнета, недовольство Узумуки. Нападение Саски снова блокировал удар. В этот раз Наруто уже рычит, он вымотался, но не хочет проигрывать другу и товарищу. Теперь уже на него несется Саски, Взмах от места соприкосновения клинков отлетела искра. Уже лучше, удовлетворенно кивает головой Учха. Не так, как хотелось бы, шиноби отскочили в разные стороны. Наруто решил обмануть обладателя Мангикио Шарингана. Кинувшись в обход, будто он хотел напасть на Учха со спины, он заставил брюнета повернуть голову, и тут же переместился к нему, израсходовав при этом слишком много чакры Каюби на тренировках чакру ему не дает. Однако, как это не огорчило Узумаки, Саски заблокировал его удар и выкрутил катану, обезоружив блондина. Усуру Тенкача, ты хотел обмануть всевидящую Мангикио Шарингом таким простым приемом? Саски не сдержал торжествующую улыбку. Ничему-то ты не учишься. Шадаю Зашикаги только усмехнулся в ответ. Датон Шанджузан Шонодзюцу. Рядом с брюнетом из-под земли вынырнула рука еще одного Наруто, утащившего Чиха вглубь. Клон Узумаки» который, собственно, и подловил Саски, выпрыгнул на поверхность. Чидари Нагаши. Секундное применение техники позволило главе полиции Узуши уничтожить клоны и выбраться из камня. Наруто за это время успел подхватить свою катану. Как в старые добрые времена, а... Ты еще помнишь? Наруто улыбнулся. Когда-то тебе было не так-то просто выбраться из этой ловушки, верно, со скитями, те времена давно прошли, Дебе Учху ухмыльнулся. В следующий момент оба шинаберинулись друг на друга. Катаны скрестились, осыпая песок пляжа искрами. Оттолкнувшись друг от друга, соперники на мгновение перевели дыхание и снова бросились вперед. Удар и клинки отскакивают друг от друга. Удар. Удар. Еще удар. Мечи постепенно нагреваются от тех нагрузок, которым их подвергают хозяева. А те и не думают останавливаться, Удар. Наруто распаляется и начинает рубить все чаще и чаще. Но Саски пока видит все атаки друга. Удар. Клинки скользят друг по другу. Удар. Лезвие уже красное от жара схватки. На мгновение по клинку блондина пробегает голубоватая вязь символов. Специальная печать охладила разогретый металл. Наруто запале снова бросается на Саске, но тот вместо того, чтобы заблокировать удар, отводит его в сторону, и его противник летит на песок. Но расчетом Саски сбыться не суждено, его друг уже давно не слабак. Да, его иногда заносят, но свои ошибки он научился исправлять мгновенно. Наруто просто встает на руки по инерции и делает сальто вперед, не выпуская из рук меча. Тут же развернувшись, он с размаху швыряет катану в Саске, но тот лишь чуть-чуть отклоняется в сторону, и меч втыкается в песок. У блондина в руке появляется маленький голубый шарик. Росинган. Узушикаги бросается вперед. Учиха пытается отпрыгнуть, но попытка проваливается. Клинок Наруто пригвоздил его штанину к песку. Еще полсекунды, и маленький Росинган врежется в его тело. Конечно, это далеко не полноценный вариант но даже этот небольшой шар может отправить его на пару дней в гости к Мике, чего Саски катастрофически не хочет. Времени нет, и Брюнет заслоняется от приема друга своим мечом. Дзинь. Чекрошер Наруто обламывает износившийся металл клинка у основания. Техника развеивается, и Брюнет тут же выдергивает катану блондины из песка, тут же ударяя Наруто в грудь ее рукоятью. Но удар получается слабым за маленького замаха, и рука Саски попадает в захват Узумаки. Резкое движение теперь Учиха стоит спиной к Узушикаге, а его руки завернуты за спину. Но длится это положение лишь долю секунды. Саски отталкивается от земли и спиной валит своего соперника на песок. Ап. Наруто тут же пропадает с помощью пространственной техники, лишь для того, чтобы через секунду появиться чуть в стороне. Фух. Загонял ты меня в теме. Нуждаешься в дозаправке, Дебе. Учха устал склонился, упершись руками в колени, а на его лице играла довольная улыбка. Эх, а ведь совсем новая была катана. Взял бы кусанаги, раз они у тебя так быстро ломаются, Наруто поднял свой меч с песка. Если бы я взял кусанаги, то тебе бы даже твои хваленые печати на лезвии не помогли бы, усмехнулся Учха. А я не люблю, когда у меня слишком явное преимущество. Преимущество, фыркнул Узумуки. Вот у твоего сына преимущество, это я понимаю, какое преимущество. Что? Саски приподнял бровь, немного не понимая, что сказал его друг. Эх, все это тебе расскажи. Блондин опустил руку на плечо Черноглазого. Поговори с ним, хорошо. Подмигнул голубоглазый и исчез в облачке пара. Ненавижу эти твои штучки, вздохнул Учха, подбирая обломки оружия и думая, с кем из близнецов ему надо поговорить, а главное на какую тему. Еще пять лет спустя. Квартира Узумуки. Все семейство Узумаки с аппетитом поглощало рамен, приготовленный хинатой по рецепту из очерыку. Как вдруг маленькая рыжеволосая пацанки в юбке пришла в голову замечательная идея хитами, от ты с или с Раку целовалась вчера. Реакция у всех была разной. Хината лишь улыбнулась. Хитами подавилась и начала стучать себя по груди. Джейми приступа хохота выпустил под большим напором все, что было у него во рту, на младшего брата, который в свою очередь был слишком хьюго, чтобы потерять самообладание. Тому было совершенно все равно, что происходит в мире. Так. Протянул глава семейства, упирая кулаки в стол, но прогремел взрыв. Наруто тут же глянул в окно, так не оказалось части западной стены, которую блондин кропотливо воздвигал целые сутки с помощью чекролов курам и нескольких сотен клонов. «Мать чью-то!» взревел он. «Мой шедевр кропотливой работы!» «Убью!» — выкрикнув это, он исчез в облачке пара. «Кропотливый!» — удивились сразу все, вспоминая, какое представление тогда было разыграно во время стройки этого забора. Переместившись на то, что осталось от части забора, блондин увидел, как в деревне проходит какой-то мужчина в темно-сером плаще? Эй, окликнул его Узумаки. Ты кто такой? И что тебе надо? Кто я, блять, такой? повторил мужчина, подняв голову. Узумаки сильно удивился, но вида не подал. Это был довольно молодой на вид парень, ему нельзя было дать больше двадцати, однако его лицо обезображивали черные нитки, которые, как бы держали части его лица вместе. Я сын того? Блять, снедоебанное, кого ты, сука, убил, узумуки Наруто. И я, ебать, сюда пришел, блять, лишь для того, сукин сын, чтобы отомстить тебе. Поэтому, импотент, я разрушу твою ублюдок, деревню. Вряд ли у тебя это выйдет, парень, хмыкнул Чиха, подошедший сюда только что. У тебя еще молоко на губах не обсохло, а ты уже хочешь уничтожить то, что принадлежит сильнейшему шиноби. Внешность ряха, часто обманчива, мне 57, кретин. Слушай, так я хидоны не убивал, почесал намокшую за дождя макушку блондин. Он, ох, мой гуру, блядь. И хватит рассусоливать, мрази, я вас поубиваю, пидоры, с диким смехом он скинул с себя плащ. Узумы Киночху увидели, как от его тела отделилось 40 масок, приобретших черные тела. Тут до Наруто дошло, что это сын Кокуза, во имя великого Джашина, блять, я поубиваю тут всех, нахуй!» Заорал фанатик Джашина. Саски сложил несколько печатей, и его услышали в каждой квартире. Внимание, тревога номер 3 дробь 1, код 973005. Все шинобиомедики начали спешно выдвигаться в сторону западной стены, а простые жители и дети поспешили эвакуироваться. Наруто окинул взглядом собравшихся, прикидывая, как лучше распределить силы. Саски, Карен, Хинута, Джува, Сугицу, начал перечислять он. Так, тут ямами, Ивани, Кирисами, Хисами, Мурасами. Ага, вон Фуджин Риджин в компании Марина и Дати. Тут у нас Такара, Юмика, Хатару Таучера, Кокетсу и Идзаку Миузумуки. Все это сопровождалось дикой пляской рук. Клан Фума. Вижу, Катахими, Сасами и Ханзаки. Здесь клан Рюдейн в полном составе. А в передних рядах у меня джамей, хитамия. Стоп! Так! Впервые голубые глаза Наруто налилось гневом недовольства. Пап, мы все объясним, пискнула девочка. Что вы здесь делаете? Заорал Наруто, смотря на пришедших детей. Помимо его собственных дочерей сына из толпы шиноби вышли хидяки, каташи, Раку и Мика. Вам всего по 16-17. Вот именно! ухмыльнулся Паучиховский каташи завязывая сильнее протектору за шин на лбу. Нам уже по 17 и 16, а вы в этом возрасте уже имели за своей спиной большой опыт. Поэтому, мы не хотим отставать от отца и вас, хмыкнул Хидяки, закидывая на плечо копию отцовской кусанаги. Казалось, что дождь ему был нипочем, он только и успел надеть черную жилетку на голое тело и подвязать штаны тем самым поясом из каната, который он забрал еще в детстве у Саски для игр. Но вы же, Наруто запнулся, поглядев в глаза шестерки ребят и увидев там задорный огонек, с которым он когда-то громил Мадару и возвращал Саске. Хотя, черт с вами, оставайтесь. Но помните, что умирать тут я вам запрещаю. А иначе, он сделал паузу, сам прибью. Не кажется ли тебе, что ты слишком пессимистично настроен, Дебе? Хмыкнул Саски, выуживая из-за спины свою катану. Какого хуя вы там переговариваетесь, бляди? прорал новый джашинист. Идите все сюда, уебища, я вас порешу нахуй. Всех. За моего, блять, отца и во имя великого джашина. Я просто вспомнил, как непросто было одолеть Кокузу, мрачно проговорил за Шикаги. Приготовьтесь к бою. Казалось, небо собирался не свергнуть вниз целое море воды. За сплошной стеной дождя едва угадывался противник. Покончим с ним быстро, хмыкнул Хисами. Дождь моей стихии. Тут целая морь воды. Я использую ее и угроблю основную часть его игрушек. Кто со мной? Помчались, глухо предложил ямами, и они оба полетели вперед. Стойте, это не марионетки, это... Крикнул Наруто вслед, но тщетно. Шины уверенные в своей быстрой победе, понеслись вперед. Суетан, Суибин выкрикнул Хисами, и несколько тел были опутаны водяными жгутами. Женщина тем временем складывала новые печати. Суитан, Суирюден дюцу. Водяной дракон смел опутанные тело, а ямами, прикрывшись своей техникой хамелеона, подобрался вплотную к сыну Кокозу, зашел за спину и проткнул его сердце катаной. вы попытка, вот только нихуя у вас не получилось, заржал тот. Резко развернувшись, он ударил шиноби без такой силой, что проломил ему грудную клетку и вырвал еще бьющееся сердце тело ямами рухнуло на землю, а из его сердца выросло еще одно черное тело. Дьявол. Вот об этом я и говорил, процедил сквозь зубы Наруто. Тут же раздался крик Хисуми, одно из черных тел обволокло ее. Миг и тело Кунаичи развалилось на части, распиленное тонкими нитями. Это... плохо, прозорливо проговорила Дати. Не то слово, уебища. Бешено захохотал Джашинист. Их участь постигнет всех вас. Саски кружил по полю боя, размахивая кусанаги снистовством берсерка. Первоначальные попытки Наруто создать организованную оборону были бесполезны, и черные страшилища с легкостью разрушили стройшиноби. Теперь повсюду шла хаотичная схватка. То и дело в поле зрения учихи попадал Наруто, объятый золотым пламенем режима биджу. Он опорос курамы и весьма успешно разносил в крошку порождение массак сумасшедшего джашиниста, пока остальные сдерживали их. Проблема была в том, что уничтожить их могли только очень сильные техники, а людей, владеющих ими, было не так уж и много. Краем глаза Брюнет заметил детей. Вся шестерка держалась вместе, довольно успешно противостоя черным страшилищам. Но их сил явно не хватало. Тем более, что позади них появились еще двое и Палы в неравной борьбе, и из ее сердца образовалось новое чудище. Саски ринулся в ту сторону, но тут раздался крик Наруто. Темя, поберегись. Саски успел вовремя обернуться и сообразить, что лучше не спешить. Мимо него на большой скорости пролетел Рысин Сюрикен. Сделай Саски еще пару шагов вперед, и смертоносная техника поразила бы его. Смотри куда швыряешься, Дэби. Рявкнул Саски, краем глаза отмечая, что дети дунули в рассыпную, а три черных тела пропали во взрыве одной из мощнейших техник ветра держись, темя, нам еще рановато помирать, хмыкнул за шикаги, но тут же схватил друга лапу из чакры высоко подпрыгнул. Как раз вовремя из земли появился целый лес каменных шипов. Порождение масок начали использовать техники. Темя, какого хрена ты используешь только свой металлолом?» — Рявкнул Наруто в ухо Саски, пока они падали вниз. Ты желчиха, Джуби тебя побери. Используй свой мангикю. Мангикю. Точно, до брюнета только сейчас дошло, что нужно использовать главные козыри. Наруто с силой запустил друга в самогущей гущей схватке. В полете у чиха напряг левый глаз. А матерасу. Черное пламя охватило нескольких чудовищ, окруживших Карина, Хинату и Юмика. А Саски приземлился на ноги, попутно отбрасывая еще одну черную тварь своим клинком. Едва он хотел добить его, как позади него раздался выкрик Юмика. Саски, сзади, резко повернувшись, Учиха едва не столкнулся с еще одним порождением маски. Чедарина Нагаши. Монстра отбросила, но тут левый глаз пронзила боль. Саски взвыл. Поднявшийся сзади чудище проткнуло своими нитями его левый глаз. Клинок Кусанаги, до отказа заряженный чекрой молнии положил конец черной твари, но Шарингана было уже не вернуть. Саски начал проклинать себя, как же так, он жег одно из тел противника, но не заметил, как к нему подобрались нити другого и проткнули глаз. Теперь никто не сможет вызвать черное пламя Матюрасу, ведь он сам уничтожил все упоминания о Монге Кё Шарингане и его техниках. Теперь уже не победить их так просто. А еще Брюнет корил себя за то, что не вспомнил сразу же о своих способностях, иначе бы удалось избежать всех этих смертей и потери глаза. Битва продолжалась. Шинобиузыши сражались отчаянно, но их соперники были слишком умелы. К тому же, каждый погибший пополнял число черных тварей. А их хозяин до сих пор стоял на остатках стены, громко хохоча и выкрикивая нецензурные проклятия в адрес Узумуки Наруто и всех Шинобиузыши. Джувы и Токары сражались рядом друг с другом. Их техники отбрасывали черных тварей, эффективно дополняя друг друга. Действиями парочки же были уничтожены несколько масок. Вот Джува отбросил очередного монстра в сторону, и тот попал прямиком под разрушительную технику, которыми время от времени швырялся Наруто. В этот момент на них сзади выпрыгнула еще одна черная бразина, целя прямо в Токару. Но Джува вовремя толкнул Кунаич с траектории удара, при этом отправив противника в полет своей реактивной рукой. Тварь в полете запустила в рыжеволосого полновесным электрическим разрядом, и Джува отбросила к стене разрушенного дома. Тварь приземлилась и сразу же ринулась к потерявшему сознание Шиноби. Упавшая на землю Такара увидела, как ее муж стал медленно оседать. И тут его противник, использовавший молнию, вырвал его сердце, создав еще одно черное тело с маской. Они тут же разлетелись в разные стороны, а она, забыв все, побежала к еще теплому трупу. «Джува! Джува!» — кричала она, роняя свои слезы на его лицо, впрочем, они тут же смешивались с дождем. «Не умирай! Слышишь? Не умирай!» Она заплакала еще пуще прежнего, понимая, что уже слишком поздно. Мало того, что его не спасти, она так и не сказала ему, что полюбила. Всегда лишь спасибо. Всегда лишь вежливая и учтивая улыбка. Идеальная семья, любовь которой присутствовала в незамкнутой цепи. Он любил Шатенку, Такара была ему благодарна, но любила ту, которую считала своей дочерью. Сакура же прекрасно выполняла условную роль дочери, но любила она совершенно других людей. Им она была лишь благодарна. Джува, она уткнулась в его развороченную грудь, пачкая лицо в крови. Я тебя полюбила еще тогда, она вспомнила тот день, когда они оба сголодались от нехватки плотской любви и решили друг другу помочь. Дождь не прекращался. Полуразрушенные улицы, на которых шло сражение, были залиты водой. Несмотря на потери, которые не лиши на бьюыши Наруто с удовлетворением отмечал себе что черных гадов становится все меньше а вот джашинист до сих пор наблюдавшись за схваткой с обломков стены наоборот мрачнел ладно суки вдруг заорал он до сих пор бляди я вас щадил но теперь не ждите пощады уебища! я сам вас всех убью во имя великого джашина а вот это уже становится проблемой рыкнул Наруто Покров Биджу уже давно с него слетел, и теперь из -за Шикаги истреблял противников рассинганами режима отшельника. Саски. Мы не сможем его одолеть, пока жива хоть одна эта тварь. Да что там, я не уверен, что этого года вообще можно будет убить. Хидан, вроде бы, до сих пор живой. Да ну. Саски разнес еще пару масок двойным чедаре. Если так, то нам точно кранты. О чем я и говорил? нервно отозвался Каги, отрубив свои катаны направленную в свою сторону нить. Это был сарказм, Деби, хмыкнул Чиха, выхватывая свою катану. Ты сегодня необычайно пессимистичен. Что случилось с нашим неунываемым Зашикаги? Вырос он, ухмыльнулся Наруто. Но ты прав, Темя, что-то я приуныл. Вперед, добьем гадов. Я пока задержу главного гада, а ты пока помоги остальным добить маски, предложил Брюнет сойдет, кивнул блондин и ринулся в гуще схватки. Саски поудобнее перехватил Кусанаги и полетел прямиком к Джашинисту, который в данный момент сражался с братьями обжирами. «Братень, дави его!» — крикнул Фуджин. Раджин ударом пудового кулака впечатал Джашинисту в землю, но тот только захохотал. «И ты еще смеешь звать себя Шиноби? Что за уебища? Сдохни, жерди, во имя Джашина!» Позади толстяка появилось черное тело, но его тут же схватил Фуджин. «Не смей трогать моего бра!» Черная бразина тут же опутала недалекого шина бенитями и раздрала в клочья. Брат. Райджин бросил Джашиниста и повернулся к черной твари. «Ах ты!» Внезапная боль, пронзившая его горло, не дала договорить. Сын Кокуз медленно поднимался, а его кисть, вытянувшись на нитках, сжимала острый черный шест, пробивший горло второго из братьев. «Отправляйся за своим братом, жирное обеща, захохотал он, но в этот момент на него налетел Саски. «А тебе чего, урод? Тебе, блять, тоже выписать билет в ад, а?» «Выпиши его себе!» — рыкнул Саски, взмахом катаны снося голову Джашинсту. Но не успела она отделиться от тела, как нити тут же прихватили ее обратно. «Съел, сука!» — мужчина довольно усмехнулся. «Тебе не победить жреца великого Джашина Сума!» Ты уверен? Многие покойники говорили мне такие слова, усмехнулся Учиха, складывая печати. Один глаз все еще при мне. Пусть я больше и не смогу вызвать пламя Матюрасу, но я все еще могу управлять тем, что уже горит. Антон, как будто сучи. Черное пламя, еще горевшее на останках темных чудищ, поднялось в воздух. Маленькие огоньки сливались в большое пламя, которое окружило Джашиниста непроходимой стеной. Тот недовольно осмотрел огонь, но не стал пытаться покинуть круг. Теперь нам не помешает. В центр круга приземлился Саски с Кусанаги в одной руке и готовым чедари в другой. Пора испытать на прочность твое хваленое бессмертие. Ну, че, уйбок. Думаешь, что сможешь меня отпиздить? Снова захохотал от Кокуза. Ну, давай, сучара. Я тебя пришу нахуй. Вами Джашина. Ты вообще знаешь другие слова, а? Недовольно хмыкнул Учиха. Мгновение спустя он уже летел в сторону Джашиниста, цели в него Чидари. Тем временем схватка за пределами черного круга близилась к концу. Черные чудища были по большей части истреблены. Шинобиузы отступили назад, оставляя сражавшимся место для маневра. Сейчас добиванием противника были заняты у его дети и сыновья Саски. Оставалось еще пять масок, когда Наруто в голову пришла превосходная идея. «Вы, кажется, хотели выложиться на максимум?» а... — крикнул он в группе детей. «А ну-ка, разом! Каташи, хидяки, покажите мне лучшую свою огненную технику!» «Джамей, хитами, подбавьте ураганного ветра!» «Катон, горью канудзюцу!» Синхронно выкрикнули учихи, выпуская в противника нескольких огненных драконов. «Футан, отсугай!» Добавили узумаки, мощным порывом ветра раздувая пламя драконов до невероятных размеров. Синпа, Гайоман. Наруто подбавил масло в огонь. Огромный огненный вихрь испалил оставшихся чудовищ. Сильный жар испарил все лужи, образовавшиеся во время проливного дождя. Развалины зданий вспыхнули. «Ой, кажется, перестарались», — заметил Джамей. «Определенно», — кивнул за Шикаги. «Эй, там! У кого стихии воды, Тушить здание. Я помогу Саске. Но Учиха в помощи, похоже, не нуждался. На земле светилось несколько печатей, в которые Саске запечатывал отрубленные части тела Джашиниста, чтобы не прирастали обратно. Сейчас перед ним лежала только голова, которая без устали ругалась. Сука! Пидор! Уебище грибанное! Ничего, твоя ибучая печати когда-нибудь откроется нахуй. И тогда я снова восстановлю свое тело. Слышишь, Уиба? Я еще не закончил. Зато я закончил, устало проговорил Саски. Все его тело было в кровавых, глубоких, колотых ранах, оставленных оружием сына Кокуза. Брюнет из последних сил сложил печать. Антон, Кагуцучи. Пламя матера снова собралось в шар. Саски подхватил ругающуюся голову за волосы и отправил в черный огонь. «Посмотрим, на что способно твое тело без головы», — пробормотал он. Узышевуин, Кай. Печати пропали, а на земле появились отрубленные ноги и руки. Чуть в стороне был разрубленный напополам туловище. Учха опустил пламя Матерасу на землю, и оно поглотило в себе останки безумного Джашиниста, который принес смерть в Узыше. Учха облегченно улыбнулся. Но улыбка тут же сменилась гримасой боли. Слишком высокой цены далась сегодня эта победа. Слишком много смертей, и это все из-за того, что он сразу не вспомнил про мать а потом по оплошности потерял глаз, способный вызывать черное пламя богини солнца. По телу разлилась невероятная легкость, он упал на колени, почти встретился лицом с землей, но его поймал Наруто. «Саски, держись, темя!» – прошептал он, укладывая друга на спину. «Саски-кун!» – закричала копия Харуна, несясь к телу умирающего. «Даби, я сегодня сделал слишком много ошибок!» прохрипел он, кашлянув. Я не должен был позволить этому начаться. Идиот, молчи. Тебе еще нужны будут силы. Прикрикнул Наруто, их лица осветились зеленоватые чакромики. Это моя расплата за непростительную забывчивость, за оплошную невнимательность, учиха кашлянул кровью. Вокруг стали собираться остальные. Отец Хидяки схватил Саски за руку, Каташи сел с другой стороны, я рад, все так же продолжал хрипеть у чиха, что вы сейчас со мной. Юмика, он посмотрел на свою супругу. Прости. Если бы можно было повернуть время вспять, то я бы никогда так по-свински не обращался бы с тобой. Саске, все было замечательно. На лице женщины пыталась вылезти гримаса горя и боли, но она держалась, так как Саске ненавидел слезы. Мика, перестань, попросил Саске, Схватив девушку за руки, она посмотрела на него глазами, наполненными слезами. «Нет. Я не могу потерять тебя еще раз, Саски-кун». Воспоминания Сакуры взяли верх. «Мика, ты не она?» — Саски снова кашлянул. «Каташи», — он посмотрел на своего второго сына, Кусанаги но Цуруги твой, он еще раз кашлянул и перевел взгляд на первенца, настолько не похожего на своего близнеца. «Хидяки, ты теперь глава клана» позаботься о братьях. Взглянув на Наруто, он из последних сил прохрипел, не мешай детям. Если они потеряют этот потенциал из-за тебя, то тебе не будет жизни на том свете, он улыбнулся, закрывая глаза. Отец! Закричал Каташи, боясь, что так все и закончится. Не упустите свою любовь. Последнее, что сошло с губ ученика одного из легендарных сининов Канохи. Отец хором закричали близнецы, так не похожи друг на друга. Саски кон, прошептала Мика, подскочила на ноги и побежала, пытаясь утереть слезы, но только размазывая по лицу грязь и кровь. Саски с горькой улыбкой произнесли Юмика и Наруто, только если первая кинулась на его все еще теплую грудь, аккуратно касаясь пальцами руки пустой глазницы, то блондин посмотрел на небо, ты все-таки поговорил с ними, он через силу улыбнулся, закрыв глаза. Капли дождя смывали усталость и плохие мысли, заставляя вспоминать все те моменты, когда они были рядом. Капли начали редеть, и лицо Узумаки коснулся луч солнца, который разогнал все тучи и начал согревать всех. Центральная площадь Узуши. Саске, уже несколько лет прошло, усмехнулся Наруто так, как это обычно делал его лучший друг, смотря на смесь золотистого и черного пламени у подноженной памятника восстановителем деревни. Учха. Похоже, ты был прав, вы так все быстро наверстываете, ну, твои дети. Хидяки и Мико уже второго мальчика рожают. А вот с Каташей я борюсь. Вот зачем ты с ними тогда поговорил? Ладно со старшим, но с ним-то зачем? Хитами теперь неизвестно кто, а без проверки голову снести не могу твоему сынку, а проверкой заниматься. Ну, не я же буду, у Зашикаги почесал затылок, переводя взгляд небесных глаз на статую из гематит кровика. Блики солнца отражались от статуи Саски. Они играли на его лице, заставляя светиться Александрит, выполняющий роль манги Кью Шарингана. Цвет запекшейся крови, а именно такой оттенок был у минерала, из которого на похоронах Саски Учиха тату из клана Рюден сделал эту статую благодаря технике залежен в горах поблизости, переходил в насыщенный черный. Знаешь, он похож на тебя больше, чем на Итачи. Настолько же независимый от друзей, гордый, своенравный, но... С хитами он на тебя совершенно не похож. Ты таким был только с сыновьями. Но он неплохой, по лицу Узумаки расползлась улыбка, тот, кто любит рамен не может быть плохим. Хотя я его хотел уже раз пятнадцать кастрировать и убить. Да ты и сам знаешь, я тебе все время рассказываю эти истории, а? отмахнулся блондин. И все-таки я не могу понять, как так получилось, что при смешивании пламени метеоросу и моего, не твое. Не мое не гаснет! Я тебе сейчас башку разнесу! Завопила младшая дочурка Наруто. Тот посмотрел влево, на него с дикой скоростью не широко, а за ним гнулась, мирая, сформировавшая в руке минирасингом: Да что я сразу-то!! вопил тот, отталкиваясь от статуи Зашикаги и Стопаза. Мать твою! Не сдержался Наруто. Закопаю! Этот памятник можно только чистить. Пап! Прости, девочка с ярко-красными волосами чмокнула отца в щечку налету и запустила в хаузуки шарик, находившийся в руке. Снаряд достиг цели, и парень, превратившись в воду, стек по статуе желтого топаза. А ты, пришелец извращенец, еще раз такую чудишву! Она резко провела ногтем большого пальца по шее. Не снесешь, ты меня любишь, ухмыльнулся сын Карина Сугицу. Так, Узумаки упер руки в бока. Наруто! Крикнула Мика, выглядывая из окна. Успокойся, они уже взрослые. Ничего себе, взрослые, да я в их возрасте. Договорить ему не дала Карин, они не такие лопухи, как ты. Что? Не понял голубоглазый. Сбежали уже, рассмеялась женщина в очках. Кстати, там занят выпадет скоро, после этого Наруто стал очень внимательно рассматривать лицо статуи, особенно голубые глаза. Зря ты возлагал столько надежд, они все рухнули в тот день. Глубоко вздохнула Карин, обращаясь то ли к статуе своего первого возлюбленного, то ли к Наруто. Где то поблизости в лесу. Каташи, обратилась блондинка с серыми глазами к своему парню. Скоро мы уже не будем бояться, что папа нас поймает, лукавая улыбка заиграла на ее личике. И это нам мешает? Ухмыльнулся мужчина, приподняв слегка бровь. Ну, Девушка смутилась, а потом прильнула к губам любимого, но тут же разорвала поцелуй. Уже завтра мы сможем потребовать, чтобы он нас расписал. Да нам, вроде без этой официальной бумажки никто не мешает. Каташи жал попку девушки, а потом закинул ее на плечо и понес к деревне. «Отпусти», — засмеялась Хитами, стучала ладошкой по его спине. «Отпусти». «Только, если ты меня поцелуешь», — молодой человек вышел из леса. Хорошо, стоило девушке согласиться, как учиха перехватил ее за талию. И... Упал, прижав блондинку к себе. Узумаки нежно провела ладошкой по его скулам. «Я тебя хочу», — смутившись, — покраснела она. «Сама же вечно говоришь, что только после свадьбы», — хмыкнул Брюнет, доставая соломку и беря одну в рот. «Ну и что?» — прошептала девушка в розовом платье, хватаясь губами за другой конец соленого изделия, Огни неутоленной страсти плясали в серых и черных глазах молодых людей, пока они не поцеловались, прикрыв веки. Только голубое небо, солнце и легкий ветерок, колышущие красные цветы, были свидетелями их любви. «Уже завтра ты будешь учха, чтобы мне не пришлось для этого сделать», — усмехнулся Каташи, прижав к себе любимую, обнимая изящный стан девушки. И возражение не приму, строго добавил Брюнет.